Джон Рональд Руэлл Толкин. Алексей Сергей. Джон Толкин, человек-парадокс. Во всем, и в жизни, и в литературе. Поэтому и эта книга, не обычная биография, а скорее, биография творчества на фоне времени, попытка увидеть человека в срезе его исторической эпохи. Какие же задачи ставил перед собой автор подобной биографической книги о Толкине, не филолог, не писатель, не журналист, а всего лишь российский историк культуры. Во-первых, рассмотреть в целом литературное творчество Толкина в ныне доступной полноте через призму его мировоззрения – задача, далеко не всегда успешно решаемая авторами, чье мировоззрение весьма удалено от толкиновского. Во-вторых, показать Толкина как свидетеля и участника событий его чрезвычайно бурной эпохи, задача, специального решения которой, наверное, впору ждать именно от историка. Наконец, в-третьих, исследовать место Толкина в истории жанра фэнтези. А через призму его творчества окинуть взором и саму эту историю на ранних стадиях, еще далеких от нынешнего поточно-шаблонного производства. Великие исторические персоны если вы хотите, чтобы канал развивался и рождались новые познавательные аудиокниги, обязательно подпишитесь на мой канал. Познавательные аудиокниги с иллюстрациями Вы можете приобрести эту аудиокнигу в формате MP3, а также заказать любые другие аудиокниги, оставив заявку в контактах моего канала. Познавательные аудиокниги с иллюстрациями или посетив мою группу ВКонтакте. Все ссылки даны в описании этой аудиокниги и в шапке канала. Сергей Алексеев. Джон Рональд Руил Толкин. Я не склонен вдаваться в биографические детали. Полную биографию, могу написать один я, и писать ее не намерен. Мне не по душе предоставлять факты о себе. Не просто по причинам личного плана но также потому, что мне не нравится нынешний тренд в литературоведении, уделяющий чрезмерный интерес деталям жизни писателей и художников. Это только отвлекает внимание от работ автора. Только ангел-хранитель или вернее, только сам Бог может раскрыть реальную связь между фактами личной жизни и трудами автора. Одно из моих сильнейших убеждений, что разыскание в биографии автора совершенно напрасны, что это ложный путь к пониманию его работ. Джон Толкин. Из писем разных лет. Немного личной предыстории. С творчеством Джона Рональда Руэлла Толкина я впервые встретился в возрасте 12 лет, когда один из друзей дал мне почитать «Хоббита» в первом русском переводе. Сказка была проглочена буквально за два вечера, но держал я ее месяц, раз за разом возвращаясь к полюбившимся эпизодам с раннего детства увлеченный мифологиями, сочинявший собственные игрушечные миры, я почувствовал здесь нечто не менее подлинных мифов захватывающее и величественное. Хоббит запомнился, а вот фамилия его автора, не очень. На тот момент, кстати, имелся уже и адаптированный для детей перевод хранителей. Братство кольца, но никто из нас продолжения не видел. Вспомнил я о Толкине уже в старших классах, когда его упоминания встретились на страницах изрядно зачитанной мною двухтонной энциклопедии мифы народов мира. О нем говорилось в превосходных тонах как о писателя, грамотно отразившем в своем творчестве те или иные мифологические мотивы. Хоббит вспомнился не сразу, но вспомнился. Я начал искать информацию в литературных справочниках и энциклопедиях, и, наконец, не без труда убедился, что это именно тот, запомнившийся мне сказочник когда на третьем курсе университета, в 1990-м, я получил в руки вышедшие в радуге первые два тома «Властелина колец», то был вполне готов к встрече и рад ей. Но реальность намного превзошла ожидания, величие и великолепие толкиновского мира захватили меня и не отпускают по сей день. Сферой профессиональных интересов автора этих строк всегда было преломление древней языческой традиции – прежде всего историка эпической, в новой христианской культуре, в христианской средневековой историографии и литературе. А вторым увлечением, развивавшимся параллельно, была литература вымысла. Можно догадаться, что к книгам Толкина меня раз за разом возвращала близость их к изучаемому мною материалу, но сводить все к этому академическому объяснению, конечно, наивно и неправильно. Так или иначе, я обнаружил, что с точки зрения занимающей меня историко-культурной проблемы сочетаемости языческого и христианского Толкин заслуживает пристального внимания. Как осмыслял, использовал, развивал языческие по происхождению сюжеты писатель-христианин нового времени. На самом деле написаны на эту тему уже тома, причем уже не только на Западе, но я позволил и себе взяться за пополнение написанного материал накапливался, отчасти публиковался, захватывал все новые сферы жизни и творчества писателя, и вот родилась эта книга. Изрядная часть биографических сочинений, посвященных личности Толкина, начинается со своеобразных извинений. Цитаты, вынесенные нами в эпиграф, достаточно выразительны. То, что Толкин не любил биографический жанр. По крайней мере, биографии деятелей культуры, из разряда очевидных общих мест любой его биографии. Впрочем, стоит обратить внимание на то, что именно было профессору не по нраву. Сам квалифицированный филолог, причем привыкший иметь дело с эпохой, когда об авторах неизвестно практически ничего. Он считал странным и нелепым толковать произведения, исходя из фактов жизни их творцов. Подчас фактов случайных, Толкин иронично подбросил одному корреспонденту пример такого рода, предлагая увязать чудовищных пауков своей мифологии с забытым укусом тарантула в детские годы. Итак, Толкин возражал против написания о себе биографии личностной, но вряд ли возражал бы против биографии творческой, ибо и сам считал главным в своей жизни литературную деятельность. И едва ли вызвало бы его возражения, более того, и не вызывало их, как правило, изучение его творчества в свете его мировоззрения, убеждений и принципов, того, чем он действительно жил. Как бы то ни было, помимо трепетного отношения к воле и мнению главного героя, написание классической биографии для Толкина наталкивается на еще одну трудность, на этот раз вполне объективную. Толкин, персонаж неушедших веков, и даже в оценке истории его творчества время постоянно вносит свои коррективы. Виднейший британский академический толкиновед Том Шипи некогда создал фундаментальный, как тогда ему казалось, итоговый труд дорога в Средиземье. Однако затем был вынужден раз за разом с публикацией новых толкиновских материалов вносить в него дополнительные, часто ревизующие прежние выводы главы. Ведь Толкиновский легендариум благодаря кропотливому труду Кристофера Толкина и некоторых других исследователей, постоянно обогащается новыми находками и разработками. Началось с посмертного Сильмарелиона и неоконченных сказаний Нуменора и Средиземья. Затем последовала более академичная двенадцатитомная история Средиземья. Она позволила в свое время представить как будто уже все богатство толкиновского мира в его развитии, в эволюции авторских замыслов но и последнее десятилетие принесло минимум три чрезвычайно важных издания. В 2007 году. Существенное дополнение к истории Средиземья, история Хоббита. В 2008 году. Дети Хурина, итоговый вариант Толкиновской саги о Турине. 2009 год. Легенда о Сигурде и Гудрун. И это, только самые основные вещи а между тем готова к изданию на 2013 год. Толкиновская гибель Артура И так, нетрудно сложиться вполне верному ощущению, что для написания сколько-нибудь итоговой, исчерпывающей книги о Толкине просто не пришло время. Толкиновский архив в прямом и переносном смысле от исчерпания публикаторами весьма далек. Тоже можно сказать об архивах многих связанных с Толкином по жизни знаменитых и заметных лиц. Это, конечно, заведомо ограничивает авторские возможности, что надо просто со смирением принять. Но в каком-то смысле и расширяет их, позволяя свободнее выбирать направление и даже жанр своего труда. Тем более, что классические биографии Толкина уже есть, и две из них нашему читателю вполне доступны в 1977 году. Вышла официальная биография, написанная выпускником Оксфорда, литератором и радиоведущим Хамфри Карпентером. Карпентер использовал разнообразные материалы личных архивов, воспоминания близких к Толкину людей. Его книга до сих пор остается одним из важнейших источников, фактически даже первоисточников, информации о жизни Толкина. На русском языке биография Карпентера вышла в 2002 году. В переводе А. Хромовой под редакцией С. Лихачевой. Другая переведенная в России. Также в 2002 биография Толкина, написанная журналистом Майклом Уайтом, носит совершенно иной характер. Книга вышла в 2001 году. Ее автор родился уже после выхода «Властелина колец», никогда не встречал Толкина лично и опирался на публично доступный материал. Его труд – это интерпретация жизни любимого писателя поклонникам трепетным, но в то же время критично настроенным к официальным материалам. Отсюда, может, и пристрастие, гораздо большее, чем вовсе не избегавшего их Карпентера, к тем самым фактам, биографическим деталям, которые Толкин читать о себе не хотел. Помимо этих двух переведенных у нас жизнеописаний, существует огромное количество толкиноведческой литературы на разных языках мира, в том числе биографии на разные вкусы, личных, творческих и иных. Некоторые, более ранние из них, представляют определенный интерес как свидетельство современников, если не о самом Толкине, то о резонансе его произведений. Таков, например, Толкин известного американского автора фэнтези Лина Картера. Но в целом, конечно, все поздние опосредованные биографические труды, область более или чаще, менее строгих исследовательских интерпретаций, они первоисточники и не их замена. А наиболее существенном исключении, чуть ниже. Возвращаясь к первоисточникам, или к тому, что в нынешних условиях может их заменить стоит вслед за биографией назвать следующую работу 10. Карпентера. Инклинги. Книга вышла в 1978-м, сразу за Толкином, история Оксфордского литературного кружка, в центре которого находились Толкин и Клайв Степлс Льюис. Письма Толкина изданы. Избирательно, местами фрагментировано, однотомником, в 1981 году. Тем же 10. Карпентером при помощи к... Толкина уже упомянутая история Средиземья Толкина не только комментированное издание черновиков и неопубликованных произведений, но и развернутая история творчества, основанная на богатейшем архивном материале, а местами на личных воспоминаниях и впечатлениях. Такой же. За вычетом последнего, характер носит и подготовленная Джоном Ретлифом история Хоббита. В 1992 году, Джон и Присцилла Толкин подготовили к изданию фамильный альбом Толкина, несколько десятков фотографий из семейного архива. На протяжении нескольких последних лет ожидается единое издание интервью Толкина и разрозненных воспоминаний о встречах с ним, выходивших на протяжении десятилетий. И естественно, важнейшим источником являются сами произведения Толкина, литературные, научные, изобразительные. Из других источников стоит отметить письма к Льюиса ближайшего друга, в очень многих отношениях единомышленника Толкина, соратника по кружку инклингов. Избранные письма Льюиса впервые были изданы его братом Уороном в 1966 году а позднее переиздавались во все более расширенном виде секретарем и душеприказчиком писателя Уолтером Хупером. Итог этой работе подвело трехтонное собрание писем, вышедшее в 2000-2006 годах. Благодаря этому исчерпывающему по замыслу редактора собранию и пистолярное наследие Льюиса сегодня знакомо нам в несравнимо более полном объеме, чем Толкиновское. Естественно, письма Льюиса, ценный источник о жизни и творчестве инклингов. Хупер является также автором нескольких биографических работ Ака с Льюисе, включая официальную биографию 1974 год. В соавторстве с учеником Льюиса и Толкина инклингом Роджером Грином. Опубликованы также дневники у Льюиса, одного из наиболее близких к брату людей, входившего вместе с ним и Толкином в кружок инклинги. Из писавших о Толкине мемуаристов наиболее ценные свидетели, его издатель Райнер Ранвин, воспоминания которого, посвященные истории его фирмы, вышли небольшим тиражом в 1999 году. И скандинавский филолог Арня Зетерстен, друг Толкина в последние годы его жизни, Мемуарно-биографическая книга Зитерстена «Два мира Толкина и творческий процесс». «Язык и жизнь» первоначально, в 2008 году. Вышла на его родине в Швеции, а в 2011 была переведена на английский. Она дает немало дополнительной информации о взглядах самого Толкина на свое творчество, научную деятельность и жизненный путь о своем общении с Толкином писали, конечно, и другие его современники, например, известный американский фантаст Эл. Сперде Камп, автор музыки к песням из «Властелина колец» композитор Д. Свон. Предполагается, что их воспоминания будут обобщены в уже упомянутом готовящемся издании. Среди биографических работ о Толкине 21 в. Выделяется опубликованная в 2003 году. Книга Джона Гарта Толкин и Великая война. Порог Средиземья. И сам автор, и критика оценивают это весьма квалифицированное исследование как наиболее существенную и оригинальную работу такого плана со времен биографии Карпентера. С опорой на Толкиновский архив и другие не публиковавшиеся материалы Гарт оценивает след, оставленный военным опытом Толкина времен Первой мировой и влияние ее на возникновение легендариума. Что же касается работ вторичных, созданных на основе опубликованного, то таких, как уже сказано, бесконечное множество. Столь же необозримое море интерпретаций исследователями и любителями, толкинистами и толкиноведами толкиновского творчества, и прежде всего легендариума с его жемчужиной властелином колец. Даже вопросы, казалось бы, бесспорные, многократно самим профессором прописанные, вызывают оживленные дискуссии. То могут быть и малоинтересные, не посвященным детали географии или лингвистики вымышленного мира. А могут быть и самые фундаментальные, вроде мировоззрения автора. Кого только не хотелось видеть в Толкине. С самых сочувственных позиций его объявляли то оккультистом Теософом, то едва ли не православным по духу. Это последнее у нас, разумеется. То ли еще будет. В наступившем столетии интернет окончательно уравнял мириады восторженных энтузиастов с книгописателями, и вольно бродящие по всемирной сети интерпретации Толкина вполне равноценны. Часто действительно, основательно изданным в печатном виде. Какие же задачи, с учетом всего сказанного, может ставить перед собой автор еще одной биографической книги о Толкине, не филолог, не писатель или журналист, всего лишь российский историк культуры? Думается, таких задач можно сформулировать три. Во-первых, рассмотреть в целом литературное творчество Толкина в ныне доступной полноте через призму его мировоззрения, задача, далеко не всегда успешно решаемая авторами чье мировоззрение весьма удалено от Толкиновского. Во-вторых, показать Толкина как свидетеля, временами участника и всегда зеркало событий его чрезвычайно бурной эпохи, как свидетеля 20 столетия. Задача, специального решения которой, наверное, впору ждать именно от историка. Наконец, в-третьих, исследовать. В очередной, может быть, но не лишний в отечественной толкине а не раз. Место Толкина в истории жанра фэнтези. А через призму его творчества окинуть взором и саму эту историю на ранних стадиях, еще далеких от нынешнего поточно-шаблонного производства. Так что эта книга, необычная биография, а скорее биография творчества на фоне времени, попытка увидеть человека в срезе его исторической и литературной эпохи. Осознав это, и стоит приступать к ее чтению. От чего точно хотелось бы уйти, так это от изложения содержания сочинений писателя, тем паче переведенных в России. Книга для тех, кто читал, либо для тех, кто прочитать не откажется. А впрочем, и обычные биографические данные о Толкине нашему читателю совсем не помешают. Повседневность нередко дарит сюрпризы, убеждающие в этом то зачитавшая «Властелина колец» студентка проявит жизнерадостную уверенность, что продолжение Толкина еще напишет. То на форуме любителей фантастики некто, тоже, вероятно, из молодого племени, выразит уверенность, что Толкин вторичен по отношению к Роджеру Желязны. Так что сведения на уровне родился, женился, умер, желательно с точными датами, тоже отнюдь не бесполезны в просветительских целях на этой оптимистической ноте и завершит автор затянувшееся введение. Все тексты Толкина, изданные посмертно, и его научные тексты цитируются в авторском переводе. Тоже относятся к непереведенным на русский язык академическим работам и художественным произведениям других авторов. Во всех остальных случаях цитируются русские переводы, представляющиеся автору наиболее адекватными. Автор выражает благодарность Д. М. Володихину Г. Елисееву О. И. Елисеевой М. К. Залеской, а также всем друзьям и коллегам, которые проявили настойчивый интерес к завершению этой работы. Жизнь и карьера. В глубокой норе жил был Хоббит Тш. Р. Толкин. Хоббит. Степанова Степановой М. Каменкович на самом деле я хоббит. Во всем, кроме размера. Мне нравятся сады, деревья и немеханизированные земельные угодья. Я курю трубку, мне по нраву хорошая непритязательная еда. Не мороженое, но меня воротит от французской кухни. Мне нравятся расшитые жилеты. И я даже осмеливаюсь носить их в эти унылые дни. Мне нравятся грибы, собранные в поле. У меня очень простенькое чувство юмора, которое даже самые уважительные критики находят утомительным. Я поздно ложусь в постель и поздно встаю. Когда возможно. Я не великий путешественник. Из письма 1958 год. Корни. Толкин человек-парадокс. С этим не раз сталкиваешься, изучая его жизни и творчество он сам периодически подчеркивал это, будучи несколько склонен к эпатажу. И первое удивительное открытие ждет нас у самых истоков его судьбы. Писатель-патриот, глубоко любивший свою страну, посвятивший жизнь созданию мифологии для Англии, не менее глубоко и искренне гордился своим неанглийским происхождением. В 1938 году, когда немецкое издательство, готовившее перевод Хоббита, затребовало информацию о арийском происхождении автора, Толкин в раздраженном ответе указал, что доселе носил свою немецкую фамилию с гордостью, даже в годы Первой мировой. Как увидим далее, это действительно было так. Хотя после Второй мировой Толкин говорил об этом уже несколько с меньшей охотой и подчеркивал свою английскость, но говорить не переставал. В 1955 году, он писал, «Моя фамилия Толкин, не Кейн, это немецкая фамилия, из саксонии, англиза Це и Толкюн. Я не безрассуден». Значение немецкой фамилии и не немец, хотя некоторые отдаленные предки могли быть и тем и другим. Они мигрировали в Англию более 200 лет назад и быстро стали совершенными англичанами. Не британцами хотя остались музыкальные, талант, который, к несчастью, ко мне не перешел. Фамилия, также произносимая, попала и в Соединенные Штаты два или три поколения назад, из Канады. Я в последнее время немного переписывался с семьей из Техаса. Толкин признавался, что ему нравится готизировать, записывая притом готским алфавитом, свои скандинавское имя и немецкую фамилию как Раджинвалдас Двалаканэйс. В то же время, мое увлечение германскими языками не имеет прослеживаемой связи с историей моей фамилии. После 150... Теперь уже 200 лет мой отец и его непосредственная родня были крайне британскими. Ранее Толкин подчеркивал английское, но именно не британское в своей семье. А разница того и другого является одной из любимых его тем, как мы раз увидим. Не среди них ни среди других однофамильцев, встреченных мною позднее я не нашел никого, кто выказывал бы хоть какой-то интерес к лингвистике или сколько-нибудь знал современный немецкий. О том, насколько внимателен был Толкин именно к немецкому происхождению своей фамилии, можно судить по решительности, с которой он отметал не немец и альтернативы. Вот по случаю речь заходит о возможном еврейском происхождении. Моя фамилия Толкин и пришла из Саксонии в Она не еврейская по происхождению, хотя, будь таковой, я отнесся бы к этому как к чести. А вот решительно, может быть, чересчур, что из самого письма яствует, отвергает мнение о происхождении славянском. Не понимаю, зачем связывать мою фамилию с толк-переводчик Глашатый. Это слово славянского происхождения. Которое было воспринято в Литовский, Талкас Финский, толкки, в скандинавские языки, а в итоге попало в с... Германию, Нижненемецкий для лингвистов, и, наконец, в Нидерландский. В английском оно никогда не заимствовалось. Логика здесь слегка сбивается, ведь фамилия не английская, а как раз немецкая но и писалось это раздраженное замечание в 1973 году. Незадолго до смерти. В роду Толкинов, естественно, бытовали предания о немецких предках. 10. Карпентер относится к ним без доверия. Одна из многих подобных легенд о происхождении рода, которые бытуют в семействах, принадлежащих к среднему классу. Тем не менее привести их стоит. Хотя бы потому, что Толкин, как увидим, относился к ним несколько серьезнее. По утверждениям, преимущественно известным Толкину от младшей сестры отца, тети Грейс, первоначально будущие Толкины носили фамилию фон Гегенцоллерн, то есть приходились родней правителям Бранденбурга, Пруссии и даже современным кайзерам Германии. В 1529 году, когда Вену осаждали турки, Георг фон Гагенцоллерн находился среди осажденных, под главенством Фердинанда, эрцгерцога австрийского и брата императора Карла V. Георг будто бы возглавил отчаянную вылазку, захватил султанский стяг. Разве что не он все-таки отогнал турок от Вены. Фердинанд пожаловал героя и дал ему новую фамилию Толкюн, то есть безрассудный, безрассудно храбрый. Позднее толкины служили уже саксонским курфюрстом. В 1756 году прусский король Фридрих II Великий. Кстати, Гаген Солерн вторгся в Саксонию и оккупировал ее, что послужило для Германии и Европы началом Семилетней войны. Захваченная область подверглась жестокому ограблению, многие саксонцы тогда эмигрировали в другие страны среди прочих вроде бы и Толкины переехали в Англию. Некоторая странность разве что в том, что в Семилетней войне Великобритания была союзницей Пруссии, но в конечном счете маршрутов в таких ситуациях не выбирают. Появление Толкинов в Англии относил к середине 18 -х. Как мы видели, и сам писатель. Однако Грейс Толкин, по словам Карпентера, предпочитала более романтичную, хотя и неправдоподобную историю. По ее словам, Толкины во времена Анны завели родственные связи во Франции, а одна из их ветвей перебралась туда, переведя свою фамилию как Дютимерер. В 1794 году последний из этого рода бежал от якобинского террора в Англию, где вернул себе прежнюю фамилию в англизированном варианте. Бегство французских дворян в Англию выглядит более достоверно, чем бегство саксонских, но все остальное смотрится действительно как романтическая сказка. Толкин относился к ней, похоже, даже с некоторым раздражением. Все французское. Не только кухню, но и, к примеру, литературу он сильно недолюбливал. Идею с переводом фамилии, во всяком случае, он крайне нелицеприятно обыграл в своем творчестве. Родственники главного героя хоббита Бильба Бэггинса. Алчный, напыщенный Адой лобилия, носит двойную фамилию Саквиль Бэггинс. Обе составные части означают одно и то же, только Бэггинс. От Бэг, Сума, Торба, по-английски, а Саквиль. От а Сэк, по-французски. При всем том к самому по себе дворянскому своему происхождению Толкин относился более внимательно. В предвоенные годы об этом знали, кажется, многие его коллеги, и к... Льюис, ближайший друг, узнал уже не от самого Толкина. В 1939 году. Он с некоторым удивлением и не без иронии писал в одном из писем, что Толкин, оказывается, происходит от саксонских дворян, покинувших свою страну после захвата ее Фридрихом Великим. Граф уехал в Англию и стал часовым мастером. Не просто дворянин, а граф. Конечно, все это не могло не заинтересовать современных генеалогов. Их исследования пролили мало света на проблему. Графского рода толкинов или толкюнов в Саксонии, кажется, никогда не было. Сама по себе фамилия в Северной и Восточной Германии довольно распространена, и носили ее не одни дворяне. Возможно, достоверную ниточку к происхождению рода нашли в последние годы польские исследователи. По их мнению, корни фамилии уходят в средневековую Пруссию, и изначально Толкины. Именно в таком произношении, были тефтонской рыцарской фамилией, туземного прусского происхождения. Так что, отрицая славянские, через балское посредство, корни своей фамилии, Толкин был не совсем прав. Толкун тогда оказывается результатом перетолковывания непонятной уже фамилии сначала в бытовании, а затем и в семейном предании. Нельзя не отметить, что Гогенцоллерны были герцогами прусскими с 1525 года. После секуляризации Тевтонского ордена и превращения его земель в светское герцогство. Так что Толкины вполне могли быть изначально их вассалами, и именно благодаря им фамилия попала в Бранденбург, а затем в Саксонию и соседние земли. Впрочем, пока это лишь вероятная гипотеза. Какое социальное положение занимали непосредственные предки писателя в Саксонии на момент прусской оккупации, не установлено. Однако в Англию они попали, судя по всему, действительно в середине 18 -х. По крайней мере, первым известным по переписям и иным документальным свидетельствам в Британии Толкином являлся Джон Бенджамин Толкин, скончавшийся в 1819 году родился он в 1752 году. И не факт, что в Англии. Так что вполне возможно, что при рождении этот Толкин звался Иоганн Бенемин Толкин и что он был сыном того саксонца, который перебрался в Британию в 1756 году. Во всяком случае из всего этого следует, что история о Дюте Мирёре действительно байка к моменту начала французской революции толкины уже прочно обосновались на британской земле. Исповедовали они, кстати, не католичество и не лютеранство, а одну из сектантских, нонконформистских ветвей протестантизма, и в Англии посещали поколение за поколением баптистские церкви. Хотя браки заключали обычно в официальных англиканских храмах и, как правило, с англиканками. Джон Бенджамин проживал в Лондоне, занимался, вероятно, как и утверждало семейное предание, изготовлением часов и клавесинов, и стал отцом довольно большого семейства. От первого брака с Мэри Уорнер, заключенного в 1777 году, родились две дочери, Элизабет и Анна Мария. Именно так, а не Мэри, скорее по-немецки. Мэри, однако, Умерла уже в 1779, возможно, родами. После этого, в 1781 году, Джон Бенджамин женился второй раз, уже на явной англичанке. И вновь на Мэри, Мэри Уолл. Этот брак принес ему троих сыновей и продолжение фамилии. Первый, Бенджамин, родился в 1782 году. Но умер в детстве вторым был Джордж Вильям, прадед писателя, он появился на свет в 1784 -м. Относительно этой генеалогической связи, заметим, высказывались и серьезные сомнения, ранее родословная лондонских толкинов очень неясна и основана на отрывочных свидетельствах. Последним, в 1788 родился сын, унаследовавший отцовское имя, Ш. Б. Толкин. Он, подобно отцу, дважды вступал в брак, но его ветвь рода оказалась выморочной, единственный сын умер младенцем, а дочь Элизабет Оксли Толкин скончалась незамужней в 1901 году. В возрасте 73 лет. Что касается Джорджа Вильяма, то он после смерти отца в 1819 году. Унаследовал, очевидно, семейное дело, его детям во всяком случае наследственное ремесло, изготовление часов, производство и наладка фортепиано, досталось уже как довольно успешный бизнес, и некоторое время они извлекали из него выгоду. Джордж Вильям женился 5 сентября 1805 года. На Элизе Лидии Мюрил. 1787-1863. Она родила ему шестерых или семерых детей. Один, возможно, умер во младенчестве и неизвестен по имени. Старшего, родившегося в 1805 году. Довольно скоро, заметим, после бракосочетания, звали также Джордж Вильям, как, в свою очередь, и его сына. Эта ветвь рода ничем примечательным, кроме воспроизводства наследственного имени, не отмечена. Однако достойно упоминания, что Джордж Вильям, немецкая Георг Вильгельм. Вспомним Георга фон Гогенцоллерна от 1529 года. Было еще одним родовым именем у Толкинов. 27 марта 1807 года. В Лондоне родился Джон Бенджамин Толкин, дед писателя. Он был вторым сыном Джорджа Вильяма Старшего. Из его младших братьев известен Генри Толкин. 1816. 1885, которому после смерти отца. 1 июня 1840 года. Досталась семейная мастерская по производству фортепиано в лондонском районе Ислингтон. Джон Бенджамин по неизвестным причинам оставил дело брату и перебрался в Бирмингем. Бизнес Генри Толкина был довольно успешным его изделия пользовались спросом у лондонской публики викторианской эпохи и даже принесли ему некоторую славу. Что касается Джона Бенджамина, то он был, подобно деду и тезке, дважды женат и также стал многодетным отцом. 26 августа 1836 года. Он сочетался браком с Джейн Холмвуд. 1806-1854

Дело, как и у брата в Лондоне, несколько десятилетий шло хорошо. Впрочем, наследник фабриканта Джон Бенджамин младший семейным ремеслом не занимался, а стал журналистом. Умер он раньше отца, оставив единственную дочь Беатрис. Стоит, кстати, отметить, что и этот пункт в родословной Толкинов спорный, хотя заманчиво было бы счесть, что Тш. Р. Не первым из близких родичей владел пером. Другие исследователи считают журналиста Дж. Б. Толкина более отдаленной родней писателя неизвестного происхождения, полагая, что родной дядя с тем же именем умер еще в детстве. Джон Бенджамин Старший овдовел в 1854 году, а через два года, 18 февраля 1856 года, женился на Мэри Джейн Стоу старшим сыном от этого брака был Артур Руэлл Толкин, отец писателя. Он родился 18 февраля 1857 года. У него было три младших сестры. Мейбл. 1858-1937, в замужестве Митон, Грейс. Упомянутая ранее тетя Грейс. 1861-1947, в замужестве Маунтин, Флоренс Мэри. 1863-1944, в замужестве Хедли. Самыми младшими детьми были сыновья, пережившие, в отличие от старших братьев, отца. Уилфред Генри. 1870-1938, и Лоренс Джордж. 1873, после 1900. Дети подрастали, а семье пришлось столкнуться с трудностями, в 1870-80-х ГГ отец семейства обанкротился. В конечном счете он потерял фабрику. Он сам был неплохим мастером по фортепиано, мог зарабатывать как учитель игры и наладчик инструментов, но это позволяло в лучшем случае держаться на плаву, не растеряв всего состояния до пенни. К тому же в 80-х Джон Бенджамин был уже очень стар. Обязанности кормильца родителей, старших незамужних сестер и подрастающих братьев легли на Артура. Он избрал во все времена довольно денежную карьеру банковского служащего и одно время работал в Бирмингемском отделении известнейшего в Англии банка Ллойдов. Но все же средств не хватало, существенно продвинуться по службе шансов было мало, и Артур остро ощущал эту проблему. Так обстояли дела, когда он, уже на пороге четвертого десятка, встретил свою избранницу. Мейбл Саффилд родилась в январе 1870 год. Ее отец Джон Сафилд, младший. 1833-1930, происходил из зажиточного семейства с крепкими корнями в английском Медленде, в Устершире. Сам Джон Сафилд приписывал себе родство с лордами Сафилдами, что, конечно, было беспардонной выдумкой. Однако правдой было то, что предки его были первоклассными граверами и даже получили герб за выполнение королевского заказа при Уильямс 4 в 30-х годов. Эта история, очевидно, связана с Джоном Софилдом Старшим. 1802-1891, прадедом Толкина. В Бирмингеме, впрочем, Софилды уже третье поколение владели магазином тканей. И, подобно Толкинам, разорились к моменту встречи Артура и Мейбл. Между тем, опять же, подобно Джону Бенджамину Толкину, Джон Саффилд был отцом немалого семейства. Эмили Джейнс Пароу. 1838-1914. Родила своему супругу троих сыновей, в том числе Уильяма. 1874-1904. И трех дочерей. Мэй. 1865-1936, в замужестве Инклдон, Мейбл и Джейн. 1872-1963, в замужестве Ниф. Следует отметить, что родня по линии Софилдов в силу обстоятельств его детства оказалась для Толкина гораздо важнее почти незнакомых родичей по отцу. Хотя по фамилии я Толкин, и Солом, по привычкам, способностям и воспитанию я Сафилд, и любой уголок этого края. Устершира, будь он прекрасным или грязным, неопределима родина для меня в такой степени, в какой не будет ей ни одно место в этом мире. Во мне на деле гораздо больше от Сафилдов. Фамилий, происходящие изывшему в Устершире, и именно матери, которая учила меня. Я обязан своим увлечением филологией, особенно германскими языками и романом. В действительности я в английских понятиях вестмедлендеце, чувствующий себя дома только в графствах валийского порубежья. И это, уверен, связано как с происхождением, так и с тем, что англосаксонский, западный, среднеанглийский и литеративная поэзия являлись сразу и детским моим увлечением, и главной сферой профессиональных интересов. Мой интерес к языкам привит исключительно матерью, Саффилд. Она знала немецкий и дала мне первые его уроки. Она также интересовалась этимологией и возбудила мой интерес к ней. То же самое с алфавитами и почерками. Из старшей родни наиболее теплые отношения связывали Толкина с Джейн Нив, у которой он прожил некоторое время в детстве и которая, как он вспоминал позднее, наряду с матерью была его первой учительницей. Тетя Джейн учила племянника геометрии. Прожила Джейн Нив долго и стала свидетельницей мировой славы племянника, который относился к ней с нежностью и вниманием, а в письмах всерьез и глубоко обсуждал собственное творчество. Именно по ее просьбе, лично для нее, Толкин взялся за составление поэтического сборника «Приключения Тома Бомбадила» и другие стихи из алой книги. Книга вышла в 1962 году. За год до кончины Джейн Нив. Но вернемся в 80-е годы. 19 столетия. Софилды были не менее стеснены в средствах, чем толкины. Отец семейства зарабатывал трудомками жора, продавая дезинфицирующие препараты. В общем, ему нечем было в реальности Бермингема конца века гордиться перед толкинами. Но у него за плечами была безупречная английская родословная и собственный герб с полувековым стажем даже если благоразумно забыть о лордах Софилдах. Толкины же, сколько бы ни были англизированы и сколь бы ни кичились собственными аристократическими мифами, оставались для него чужеземцами с сомнительной генеалогией. Так что знакомство юной Мейбл с Артуром Толкином, который к тому же был старше на 13 лет, ее отца не порадовало. Между тем Мейбл была влюблена и ответила согласием на предложение руки и сердца. Случилось это в 1888 году. Но на этом дело и застопорилось. Джон Саффилд был непоколебим, ссылаясь на крайнюю молодость дочери. Отношения влюбленных год после этого оставались чисто платоническими, сводясь к тайной переписке, которая велась через Джейн, и безмолвному перемигиванию на добрососедских встречах двух семей. А в 1889 году... И этому пришел конец, впрочем, именно из-за того, что Артур думал о семейном будущем. Работа в Бирмингеме окончательно перестала его устраивать, тем более что он справедливо полагал. Более высокий заработок окажет на Саффилда убедительное воздействие. И такой заработок был найден, правда, за много миль от дома и от Англии. Артур получил работу в Кейптауне в Африканском банке в конце 1890 год. Он стал управляющим филиалом банка в Бломфонтейне. Город этот был вовсе не английский, столица Бурской Оранжевой Республики, отношения Соединенного Королевства с которой оставляли желать лучшего. Единственным, но чрезвычайно сильным конкурентом Африканского банка здесь был Национальный банк Республики, куда, между прочим, и перебежал предшественник Артура. Впрочем, сейчас был мир, золотая и алмазная лихорадки обогащали равно англичан и буров, а Артур Толкин получил в Блумфонтейне действительно высокое жалование и собственный дом. Он немедленно известил об этом семью и невесту. Джон Саффилд сдался и благословил дочь, не только на брак, но и на отъезд к преуспевшему жениху. В марте 1891 год. Мейбл отправилась в Африку. Почти сразу по прибытии, 16 апреля 1891 года. Мейбл и встретивший ее Артур обвенчались в Кейптауне. Отсюда они вместе отправились на поезде в Блумфонтейн через еще мало освоенные просторы Южной Африки, единственно возможное для них свадебное путешествие. Мейбл новое место жительства, мягко говоря, не нравилось. Бломфонтейн казался ей даже не слишком большой деревней, африканский климат, плохо подходящим для жизни, а окружающая дикая страна просто пугала. Дичи глушь? Просто ужас! Писала она родным. Тем не менее ради искренне любимого мужа она готова была терпеть. А Артура южноафриканская жизнь вполне захватила, и он вовсе не рвался на родину, при том, что и не имел права отъезда в ближайшие три года. Мейбл это мало радовало, но делать было нечего. Тем более, что жили они душа в душу. 10. Карпентер, полушутя, но и вполне серьезно сравнивая Толкина с героем его Хоббита, писал. Бильбо Бэггинс, сын энергичной Беладонны Тук, одной из трех достойных дочерей старого Тука, по отцовской же линии происходящей от респектабельных и солидных Бэггинсов, средних лет, благоразумен, одевается скромно, однако же любит яркие цвета, предпочитает простую пищу. Однако есть в нем нечто необычное, и оно дает о себе знать, когда начинаются приключения. Джон Рональд Руилл Толкин, сын предприимчивый Мейбл Саффилд, одной из трех достойных дочерей старого Джона Саффилда, немного не дотянувшего до ста лет, по отцовской же линии происходившей от респектабельных и солидных толкинов, средних лет был склонен к пессимизму, одевался скромно, но любил носить яркие жилеты, когда мог себе это позволить, и предпочитал простую пищу. Однако было в нем нечто необычное, и оно уже дало о себе знать, ибо он создал мифологию. Детство и юность. Джон Рональд Руэлл Толкин появился на свет 3 января 1892 года в Бломфонтейне, столица тогда еще свободного оранжевого государства. Первые годы жизни ему суждено было провести на африканской земле. Артур хотел назвать ребенка Джоном Роэлом в честь обоих дедов Джонов и себя. Ройл было его второе имя. Мейбл предложила как собственное имя Рональд, и именно так Толкину называли родные и близкие. Любопытно, что Кс, Льюис еще в 1957 году даже не знал, как расшифровывается -тш. В имени его друга Рональда. Толкин этого отнить не скрывал и считал своим патроном святого Иоанна Евангелиста, просто в общении тема не возникала. Школьные однокашники знали, что Толкин не просто Рональд, а Джон Рональд. Сам же Льюис и некоторые другие университетские друзья обычно звали его Толерс дни Читы Толкинов в Бломфонтейне текли в целом вполне благополучно. В 1893 году в Южную Африку на время переехала и сестра Мейбл, Мэй, со своим мужем Уолтером Инкуданом. Коммерсант, он решил заняться скупкой южноафриканского золота, а жену оставил с сестрой в Бломфонтейне. 17 февраля 1894 года в семействе произошло новое прибавление, Мейбл родила второго сына, Хиллари Артура Руэлла. Между тем ладно было вовсе не все. Общение с сестрой усилило тоску Мейбл по дому. Пребывание в Африке просто изматывало ее. Тогда как Артуру, напротив, нравилось здесь все больше, и он был не прочь остаться в этом диком краю навсегда. Дело решили болезни Рональда, он сильно страдал от африканской жары, и Мейбл решила увезти детей в Англию. Артур не мог оставить дело и обещал отправиться следом чуть позже. В апреле 1895 год. Мейбл отплыла из Кейптауна с мальчиками, а Артур, проводив ее, вернулся в Бломфонтейн. Больше увидеться супругом было не суждено. Еще стояла весна, когда трехлетний Толкин с матерью и братом прибыл в старую добрую Англию, воспеванию которой он десятилетия спустя посвятит все свое творчество. Мейбл поселилась у родителей, которые рады были видеть внуков и вновь обрести дочь. Но вскоре пришла беда. Артур все никак не мог выбраться из Бломфонтейна, а осенью 1895 год. Разболелся. В конце концов, африканский климат подкосил и его. 15 февраля 1896 года. Артур Толкин умер. Похоронили его в Бломфонтейне. Весть о смерти сына подкосила Джона Бенджамина Толкина, и он прожил после этого лишь полгода. Мейбл продолжала поддерживать связи со свекровью из Грейс-Маунтин, но от случая к случаю... Основное общение ей и ее подрастающим детям составляли Софиуды и их свойственники. После смерти мужа Мейбу осталось если не без средств к существованию, то со средствами весьма ограниченными. Скромные сбережения Артура и немногим менее скромные доходы от купленных им акций южноафриканских приисков не могли обеспечить достойного образования мальчикам и требовали суровой экономии. В то же время стеснять старых Софилдов дольше было неудобно для всех. Летом 1896 год. Мейбл сумела найти недорогой домик в деревне Серхолл под Бирмингемом и поселиться отдельно от родителей. Здесь Рональд и Хиллари получили свое первое образование, домашнее, от матери, знавшей несколько языков, умевшей рисовать и музицировать. Между тем произошли события. Еще раз резко изменившая судьбу семьи, определившая многое, если не все, в последующей биографии Толкина. Мейбл, после смерти мужа, много размышлявшая на религиозные темы, склонная к величественной обрядности высокой англиканской или католической церкви, окончательно решила перейти в католицизм. Последним толчком стала поддержка сестры Мэй, вернувшейся с мужем из Южной Африки. Мэй была склонна к довольно беспорядочным духовным исканиям. Позднее она увлеклась спиритизмом, и в тот момент, при общении с укрепляющейся в выборе сестрой, ее привлек католицизм. В июне 1890 год. Сестры приняли католичество. Этот шаг стоил Мейбл многих и дружеских, и родственных связей. Муж Мэй, убежденный англиканин, быстро заставил жену вернуться в лоно протестантизма, по крайней мере, внешне. Но Мейбл осталась непоколебима, что привело к разрыву и с большей частью собственной родни, и тем более с толкинами. Впрочем, отвернулись не все, Мейбл продолжала тепло переписываться со свекровью. Мэри Джейн Толкин надолго пережила мужа и скончалась только в 1915 году. А Уилфред Толкин даже согласился оплатить обучение племянников в школе короля Эдуарда. Там учился когда-то Артур, возможно, в некоторой надежде ослабить влияние матери католички. Продолжала по возможности поддерживать сестру Джейн Ниф, хотя родители Мэйбл долго не желали сменить гнев на милость. В том же 1900 год Рональд поступил в школу, классическая школа короля Эдуарда считалась для Бермингема в известном смысле элитной, здесь давали хорошее гуманитарное образование по ценам, доступным для зажиточного среднего класса. Поскольку добираться из Серхоула в город было трудно, Мейбл пришлось переехать в пригород Моузли, а когда в 1901 году, снятый ею там дом власти приняли решение снести. Кингс Хит близ железнодорожной станции. Впрочем, в жизнь в промышленных районах не нравилась ни Мейбл, ни мальчикам, особенно Рональду, на которого все больше давил унылый городской пейзаж. К тому же Мейбл не пришлась ко двору в католическом приходе святого домстана ради которого, собственно, и выбрала Кингс Хит. После примерно годичных поисков Мейбл нашла храм себе по душе так называемую молельню в Джбастоне. Очень небогатом пригороде Бирмингема. Эджбастон и здешний храм стали во второй половине 19 -ф. своеобразным центром католического возрождения в Бирмингеме. Священники Молельни содержали собственную классическую школу святого Филиппа. Обучение здесь, конечно, стоило дешевле, чем в школе короля Эдуарда. Это еще более укрепило выбор Мейбл в 1902 году. Она переехала на Оливер Роуд в Эджбастон, а Рональд был переведен в школу Святого Филиппа. Здесь же стал обучаться и его брат Хиллари. Духовным наставником Мейбл и ближайшим ее другом стал священник Фрэнсис Морган, всего на четверть англичанин, наполовину валец и на четверть испанец. Под влиянием экспансивного и даже отчасти фанатичного, но при этом искреннего и заботливого духовника Мейбл и без того убежденная в истинности новой своей веры, стала еще более ревностной католичкой. Однако условия жизни в Эджбастоне были еще менее приятными, чем в Кингсхит, а вскоре и школа святого Филиппа перестала удовлетворять притязательным требованиям Мейбл. Она сочла наилучшим забрать детей оттуда и снова приняться за их образование самой, с тем, чтобы вернуть их к королю Эдварду стремление дать мальчикам лучшее образование восторжествовало над религиозными и менее важными финансовыми соображениями, тем более что Мейбу уже удалось привить сыновьям, особенно старшему свою преданность вере. Осенью 1903 год. Рональд вернулся в школу короля Эдуарда, получив к тому же стипендию. Он учился с рвением, хотя не ко всему в равной степени в полной мере начало в эти годы проявляться вольно или невольно привитое матерью увлечение языками. Еще дома Рональд познакомился с латынью, а теперь открыл для себя древнегреческий, а затем через кентерберийские рассказы Чосера, среднеанглийский, ставший навсегда предметом его обожания. Иначе обстояло дело с младшим братом. Хиллари явно не хватало целеустремленности Рональда и подобной страсти к учебе он не испытывал. Так что он не прошел вступительных испытаний в школу короля Эдуарда, и образованием его пришлось и дальше заниматься Мейбл. Между тем силы Мейбл были подорваны. Неуютная жизнь, частые переезды, беспрестанные заботы о здоровье и об устройстве детей довели молодую еще женщину почти до полного истощения. В начале 1904 год. Она слегла с диабетом. Детей временно забрали к себе родственники. Рональда, супруги Ниф, а Хиллари, дед. Мейбл была госпитализирована, и с первым приступом болезни, казалось, удалось справиться. Проведя в больнице два месяца, Мейбл выписалась. В июне она вместе с детьми по совету отца Моргана уехала в деревню Реднил, что в Устершире, где обычно отдыхало духовенство Бермингемской молельни здесь сняли комнату у местных жителей, которые взяли на себя и уход за Мейбл и детьми. Фрэнсис Морган часто приезжал и приглядывал за ними. В Рейднеле Мейбл очень нравилось, и она не захотела возвращаться осенью в Бирмингем, так что Рональд одно время ездил в школу на поезде из Рейднела. К началу ноября здоровье Мейбл внезапно резко ухудшилось. 8 числа она впала в кому. В Реднил приехала ее сестра Мэй, которая вместе с отцом Фрэнсисом заботилась о больной до последнего. Но помочь ей уже не могли ни они, ни тогдашняя медицина. 14 ноября 1904 года. Мейбл Толкин умерла. Было ей всего 34. Воспоминания об этой трагедии преследовали Толкина всю жизнь. Характер его с тех пор изменился как писал 10. Карпентер, от природы Рональд был человеком веселым, можно сказать, неугомонным, страстно любящим жизнь. Он любил поболтать и поразвлечься. Он был наделен отменным чувством юмора и легко находил себе друзей. Но отныне в его характере появилась и другая сторона. Она не так бросалась в глаза, но находила себе выход в дневниках и письмах эта сторона была способна испытывать приступы глубочайшего отчаяния. Точнее, и это наверняка было связано со смертью матери, когда Рональд бывал в таком настроении, он испытывал острое ощущение грозящей утраты. Ничто не вечно. Ничто не надежно. Любая победа рано или поздно оборачивается поражением. Своих детей Мейбл оставила на попечение отца Фрэнсиса Моргана естественно, протестантская родня была не слишком довольна этим. Отцу Фрэнсису пришлось искать компромиссы, и он поселил детей в 1904 году. У Беатрис Бартлетт, только что овдовевшей супруги Уильяма Сафилда. Тетя Беатрис, проживавшая в Эджбастуне, относилась к противоборству католиков и протестантов за детские души вполне безразлично. Впрочем, столь же безразлично относилась она и к самим племянникам. Детям у нее было крайне неуютно, и в начале 1908 год, когда они немного подросли, опекун нашел им комнату в доме миссис Фолкнер. Дом этот располагался гораздо ближе к молельне, где Рональд с Хиллари и так проводили немалую часть времени. Нужды они, в общем, теперь не знали. Отец Фрэнсис имел долю в бизнесе своей испанской родни, торговавший Хересом, и пополнял невеликое наследство читы Толкинов за свой счет. О своем опекуне, заменившем и отца, и мать, Рональд сохранил добрую память на всю жизнь. Отец Фрэнсис привил ему твердые нравственные и религиозные принципы, которым Толкин следовал неотступно, подчас вопреки мнению всех окружающих. Позже это создаст ему славу непростого человека но сам он всегда считал такое поведение единственно правильным. Впрочем, в отношениях подростка с опекуном не все было безоблачно. В доме миссис Фолкнер квартировала 19-летняя Эдит Бред, обучавшаяся в пансионе и планировавшая стать учительницей музыки. Эдит родилась 21 января 1889 года. В Глостере в зажиточной семье обувных фабрикантов, но незаконно рожденный без официального отца. Его имя исследователям до ныне неизвестно. В пансион она попала после смерти своей матери, Фрэнсис Брэд, в 1903 году. У Фолкнеров Эдит тоже поселил опекун, адвокат семьи. Рональду в момент переезда к Фолкнерам было уже 16, а выглядел он еще старше. Между рошами без родителей, романтически настроенными молодыми людьми быстро возникла близкая дружба, а затем вполне невинная влюбленность. Как вспоминал Толкин в одном из позднейших писем Идит, я в первый раз поцеловал тебя, а ты меня почти случайно. Рональд и Эдит подолгу беседовали, в том числе в тайне, совершали велосипедные прогулки за город. Ничего действительно предосудительного, но когда отец Фрэнсис осенью 1909 год. Через несколько месяцев после первого поцелуя, узнал об этом, как ему представилось, угрожающим далеко зайти романе, то наложил решительный запрет на общение Рональда с Эдит. Во-первых, Эдит происходила из вполне благонамеренной протестантской семьи, от которой расположение к католикам ждать не приходилось. Во-вторых, Морган полагал, что роман отвлечет воспитанника от получения высшего образования, Справедливость последних опасений нашла немедленное подтверждение. Рональд готовился поступать в Оксфордский университет. В конце 1909 года. В довольно расстроенных чувствах он впервые в жизни прибыл в Оксфорд, чтобы сдать экзамен на стипендию и провалился. Неудивительно, что после этого позиция отца Фрэнсиса стала еще жестче. В 1910 году он переселил братьев Толкин на другую квартиру. А когда узнал, что Рональд продолжает, да еще тайком от него, опекуна и духовника, встречаться с Эдит, то полностью запретил общаться с ней каким бы то ни было образом, по крайней мере до совершеннолетия. Дело, казалось, облегчало то, что Эдит переехала из Бермингема в Челтнем, где ей предоставил кровь собственный опекун. И действительно, Толкин на этот раз, скрипя сердце, послушался отца Фрэнсиса и прекратил даже переписку, написав лишь одно письмо с разрешения Моргана. Но на самом деле Толкин был не менее упрям, чем опекун. Позднее он писал о своем выполненном обязательстве три года не общаться с возлюбленной. Я не думаю, что что-либо иное оправдало бы брак на основе подросткового увлечения. И вероятно, ничто иное не укрепило бы мою волю достаточно, чтобы придать этому увлечению. Пусть даже подлинному примеру истинной любви, постоянства. Сколь известно, в любви к Эдит Толкин был поистине постоянен, она была и навсегда осталась для него единственной. Позже нежно любимая жена станет прообразом одной из самых ярких героинь Толкина, эльфийской принцессы Пивуньи Лутиен. Как бы то ни было вопреки гнетущей его сердечной скорби, а отчасти и благодаря ей Толкин с новыми силами взялся за учебу. Шел последний год обучения его у короля Эдуарда, а в декабре вновь предстояло попытаться получить стипендию в Оксфорде. Результат напряженного труда сказаться не замедлил, на этот раз стипендию от Оксфордского Эксетер-колледжа Толкин получил. Теперь он мог поступить в университет, первым в роду как по отцовской, так и по материнской линии. Отец Фрэнсис имел все основания быть доволен воспитанником. С другой стороны, это означало расставание с братом, с которым Рональд долгое время оставался неразлучен. Интересы Хиллари совершенно отличались. Он с детства был менее увлечен учебой, зато здоровее брата. В школе он так и не прижился и в итоге покинул Бермингем отдавшись простой деревенской жизни. Первое время он работал в Сасексе на ферме супругов Брукс Смит, знакомцев и компаньонов Джейн Ниф. Позднее он стал совладельцем новой, общей фермы Брукс Смитов и Ниф в Ноттингемшире, а после Первой мировой войны завел собственное хозяйство бывшими на родине Софилдов. Женился он в 1928 году. Вывшими на Энни Мэдлин Мэтьюс, и супруга родила ему троих детей. Несмотря на разницу в устремлениях и образе жизни, Рональд до конца своих дней сохранял самые теплые отношения с братом и много раз бывал у него, один из семьей. Образ жизни Хиллари должен был казаться Рональду более естественным, чем быт оксфордского профессора во всяком случае, как бы Толкину не хотелось походить на созданных его воображением трудолюбивых земледельцев-хоббитов, брат походил на них гораздо больше. Хиллари пережил старшего брата на несколько лет и скончался в 1976 году. К последним месяцам обучения в школе короля Эдуарда относится возникновение чайного клуба и боровианского общества. Шгбо, первого в череде дружеских литературных кружков, сыгравших весьма значимую роль в судьбе Толкина. Кроме него, ядро кружка составили два его школьных друга, Кристофер Уайзман и Роберт Джилсон. Они вместе заведовали школьной библиотекой, где и проходили первые чаепития, обеспечившие клубу название. Летом чаепития перенесли в универсам Барроу, и таким образом появилась шбо. Чуть позже к кружку присоединился и быстро стал завсегдатаем Джеффри Бейч Смит. Помимо тесной дружбы, Толкина и его товарищи объединило увлечение древними языками и литературой. При этом кто-то, как Толкин, мог питать особое пристрастие к средневековью, кто-то к эпохе возрождения и просвещения, кто-то к романтикам. Друзья обменивались мнениями, декламировали поэзию. Толкин, древне- и среднеанглийскую. Именно в ходе общения с будущими членами ЧГБО, кстати, Толкин впервые стал давать волю своему, как он позже выражался, тайному пороку. Дело в том, что с раннего детства он сочинял несуществующие языки. Теперь дело вставало на более серьезную основу. Сначала это были реконструкции неких сохранившихся, но прослеживаемых в позднейших германских языков. Потом эксперименты стали смелее. Летом 1911 год. Толкин окончил школу короля Эдуарда. Поступлению в Оксфорд предшествовало первое во взрослом возрасте из крайне редких его путешествий за пределы Британии. На летние каникулы Рональд в компании Хиллари, Брукс Смитов и Джейн Ниф отправился на континент, в Швейцарию. Здесь он впервые увидел настоящие горы, и горные пейзажи глубоко отложились у него в памяти. Позднее в творчестве Толкина «Величественные» или «Мрачные» горы, устремленные в Поднебесье, один из наиболее частых ландшафтных образов. Приобретенную же в Швейцарии открытку с репродукцией картины и краткое. Мадленера «Горный дух» изображающий старца в плаще и широкополой шляпе, сам Толкин позже назвал прототип Гэндальфа. По завершении каникул Толкин прибыл в Оксфорд и приступил к обучению в Экситер-колледже. Обучение классике, однако, занимало его все меньше. Увлечение средними веками, варварскими языками и эпосами. Толкин около этого времени занялся финским и валейским, решительно вытеснила любовь к греческому и латыни. Кроме того, бурная университетская жизнь, с грубоватыми, а то и откровенно хулиганскими забавами сокурсников, быстро вовлекла Толкина. Он, по собственным позднейшим признаниям, обленился, стал меньше внимания уделять даже религии при том, что единоверцы у него в Оксфорде быстро нашлись. В довершение прочего голова была занята еще и мечтами об Эдит. В январе 1913 год. Толкину должен был исполниться 21 год, полное совершеннолетие и освобождение от опеки. Шкбок, как ни странно, это для школьного кружка по интересам, продолжало существовать, если не в прежнем составе, то в своем основном ядре. Толкин, Уайзман, Джилсон и Смит. Друзья обновили свое общество в первые же зимние каникулы, когда Толкин приехал в Бермингем и поучаствовал в постановке ими в школе короля Эдуарда комедии «Р». Шеридана соперники. Они продолжали встречаться и переписываться и позднее, когда школу окончили уже все. Так что Толкин не только в университете находил единомышленников с которыми мог делиться своими успехами в постижении средневековых языков и литератур, и в собственном творчестве. В эти самые годы Толкин, забросив все более малонаучные реконструкции, засел за создание языков собственных. Один разрабатывался на основе финского, а другой – на основе валийского с германскими элементами. Первый много позже получит название Кынья. Затем Квынья, и станет языком высших эльфов. Второй – гномский. Номс. Первоначально у Толкина имя второго эльфийского рода – Нолдор. Не путать с дворфс, обычно переводящимся на русский как гномы, после ряда преобразований стал сендарином, языком серых эльфов Средиземья. Но тогда Толкин еще не знал, что это за языки. 3 января 1913 года. Толкину исполнилось 21 год. Второго он не спал до полуночи, а как только наступили новые сутки, сел писать Эдит письмо. В нем он напоминал о своей любви и предлагал ей руку и сердце. Письмо пришло как раз вовремя, чтобы предотвратить брак возлюбленной, Эдит была уже помолвлена с братом своей школьной подруги. Ответное письмо Эдит показало Толкину, что она готова к разговору с ним. 8 января 1913 года. Рональд приехал в Челтнем. Они долго говорили с Эдит, и та согласилась разорвать помолвку. С браком снова влюбленные решили не спешить, подождав до окончания Рональдом университета. Однако между собой у них все теперь было решено, о чем Рональд и уведомил честно отца Фрэнсиса, пусть уже не опекуна, но наставника в вере и покровителя. Тот, по крайней мере, не выказал гнева. Между тем, легкомысленное в последнее время отношение к учебе вновь привело к не вполне желательным последствиям. В феврале Толкин сдавал промежуточный экзамен на степень бакалавра и относительный успех дался ему с трудом, всего лишь вторая, не высшая степень отличия. Между тем, Толкин уже мечтал о карьере ученого-лингвиста, филолога по английской терминологии. Как бы то ни было, как раз работу по языкознанию он выполнил на отлично, и это определило в тот же год второй давно назревший жизненный выбор. Летом Толкин перевелся с классического факультета Эксетер-колледжа на английский в почетную школу английского языка и литературы. Английский факультет был разделен, даже расколот, во всех смыслах слова, на два отделения ⁇ языковое и литературное первая занималась исследованием истории английского языка и уделяло полновесное внимание древней и среднеанглийской литературе. Второе, изучая новоанглийскую словесность, весьма прохладно относилась к любым дочесеровским, а то и до шекспировским студиям. Лид. И Яс. В Оксфорде превратились в настоящие партии, даже клики, ведшие бесконечную борьбу между собой. Толкин, разумеется, выбрал отделение Яс. Его работы этого времени уже выказывают первые черты будущего крупного ученого. Помимо уже неплохо знакомых древней и среднеанглийского он изучил древнеисландский и смог теперь прочесть на языке оригинала обе эды и давно любимые им героические саги. На летние каникулы 1913 год, Толкин вновь отправился за границу, на этот раз отчасти ради заработка. Он должен был сопровождать трех мексиканских детей и их тетю на отдыхе во Франции. Отдых, однако, не задался во всех смыслах. Толкин стыдился несовершенного знания испанского и плохого знания французского, его жутко раздражали французы. Единственным, что показалось ему достойным внимания, были средневековые достопримечательности Парижа. Впечатления были тем неприятнее, что начало лета Толкин встретил вместе с Эдит, в утопающем в зелени деревья в древнем английском уорике, который просто заворожил его. Контраст с бурлящей модерновой жизнью что французской столицы, что набитых туристами курортных местечек на западе был слишком велик. В довершение всего мексиканка погибла, сбитая машиной в бритонском городке Динар. Толкину пришлось заниматься отправкой ее тела на родину. Вернулся он в Англию со вполне устоявшейся и привившейся на всю жизнь неприязнью ко всему французскому. Почти с самого воссоединения Толкин убеждал Эдит принять католицизм. Сам он, обретя любимую, почувствовал прилив веры и вновь ревностно посещал храм. Эдит к католицизму склонялась, но жила в протестантском окружении и сама была дисциплинированной прихожанкой англиканской церкви. Рональд, однако, настаивал, и ради него Едит приняла его веру. В январе 1914 год. Вскоре после дня рождения возлюбленного, она официально вступила в лоно римско-католической церкви. Последствия нетрудно было предвидеть, и Рональду они были хорошо известны на примере матери. Эдит надолго поставила крест на общении с большей частью родней и многими близкими прежде людьми. Собственно, переезд ее в Уорик и был связан с тем, что адвокат Джесса подказал прежней подопечной от дома, как только узнал о ее намерении принять папизм. Главным, однако, для нее было то, что теперь они с Рональдом были уже вполне законно помолвлены, стали для всех женихом и невестой. Лето 1914 год. Толкин провел в Карнауле, в у отца Винсента Рида, принадлежавшего к братству Бермингемской молельни. Если в Швейцарии в свое время он впервые по-настоящему увидел горы, то здесь море. Вид на бескрайние просторы Атлантики с прибрежных скал крепко запечатлелся в его памяти. К этому образу он возвращался несколько раз в стихах и прозе, и ярче всего, в своем первом забытом сказании, «Падение Гондолина», герой которого Туор первым из людей видит бескрайнее Великое море, Западный океан. Толкин уже давно, в школьные годы, писал стихи. Первым толчком стало влияние католического поэта Фрэнсиса Томпсона, которому Толкин первое время явственно подражал. Стихотворение 1910-1913 годов никогда не интересовали его позже. Хотя не исключено, что некоторые идеи позднейшей мифологии уже зарождались. В одном стихотворении появляются легкокрылые эльфы, а сам Толкин позднее допускал, что Валенор, страна богов на заокраинном западе, был задуман им как волшебная страна, феерия, около 1910 год. Очевидно, мифологические образы приходили ему фрагментами, без всякой связи, Позднее он не раз признавал, что многое писалось само, что ему еще приходилось разбираться, что это означает. Именно так и был сделан самый первый шаг в создании монументального легендариума, свода собственных мифов и повествований. Читая англосаксонскую поэму Христос Кюнёвульфа, Толкин натолкнулся на строки, вызвавшие у него прилив неожиданных чувств. «Радуйся, эрендел светлейший из ангелов, к людям над средней землей посланный. Персонаж неоконченного романа Notion Club Paper Слаудем говорит по поводу своей встречи с этой строкой. Когда я натолкнулся на эту цитату в словаре, то ощутил любопытную вибрацию, как будто что-то шевельнулось во мне, наполовину пробудившись от сна. Нечто отдаленное, странное и красивое было за этими словами, насколько я сумел уловить нечто далеко за пределами древнего английского. Теперь, конечно, я знаю больше. Цитата происходит из Христа. Хотя с точностью не очевидно, что автор имел в виду. Но, думаю, нисколько не непочтительно будет сказать, что ее любопытным образом трогающее качество может происходить из некоего более старого мира. Насколько эти слова автобиографичны, можно судить по письму самого Толкина от 1967 года, где он пусть сдержаннее, но говорит о том же самом. Имя Эорендел на самом деле, что очевидно, происходит от англосаксонского Эрендел. Впервые профессионально взявшись за изучение англосаксонского. С 1913 года. Это было мальчишеское хобби, Тогда как предполагалось, что я учу греческий и латинский, я был поражен великой красотой этого слова. Или мини, вполне согласованного с нормальным стилем англосаксонского, но совершенно по-особому благозвучного для этого милого, но не усладительного языка. Помимо же того, форма имени сильно наводила на мысль, что по происхождению это имя собственное, а не апеллятив. Это подтверждается явно связанными формами из других германских языков, из которых среди путаницы и измельчания поздних преданий, по меньшей мере, кажется очевидным, что оно относилось к астрономическому мифу и было названием звезды или созвездия. По моему разумению, англосаксонские примеры ясно определяют, что оно прилагалось к звезде, знаменующей рассвет во всяком случае, в английской традиции. То есть к тому, что теперь мы зовем Венерой, утренней звезде, которую можно видеть ярко сияющей на рассвете, перед действительным восходом Солнца. Во всяком случае, я принял, что это так. До 1914 года я написал поэму об Эренделе, спускающем свой корабль, подобный яркой искре, на воду в гаванях солнца. Я приспособил его к своей мифологии, в которой он стал главной фигурой как мореход, а в итоге как звездный герой и знак надежды людей. А я и орендел или не он Анкалима радуйся. И арендел, светлейшая из звезд восходит в конечном счете к англосаксонскому Ила и Рендел Энгла Бартаст. Стихотворение на самом деле было написано в сентябре 1914 год. И стало первым в целой череде стихов, уже гораздо более взрослых, чем опыты начала десятых. В некоторых постепенно раскрывалась мифология Толкина, пока еще вращавшаяся вокруг образа Эрендела. Таковы, например, берега Феерии, где впервые появляется образ заморской страны Валенор, или Кор, описывающий покинутый обитателями город волшебного народа на высокой горе. Образы иного мира предстают и в Хабанане под звездами, посвященном странствию людских душ в некоем потустороннем краю под нездешними звездами. Песня о Барьедоре, тоже описание вымышленной страны, но скорее некоего древнего края по нашу сторону мира, где люди живут бок о бок с таинственными и опасными существами. В стихотворениях 1915 год. Сама Англия начинает обретать облик мифологического одинокого острова, населенного некогда в Фейри. Уорик, захвативший Толкина своими дивными деревьями, превращается в эльфийский город Картерион, и ему посвящена небольшая поэма «Картерион среди дерев». Языки, сочиняемые им, превращаются понемногу в эльфийские, и он начинает писать стихи на них тоже. Толкин и иллюстрировал свои фантазии, так что вторичный мир его с самого начала воплощался не только в слове, но и в рисунке. Писал Толкин, впрочем, стихотворение иного содержания. Одни посвящены Эдит и их любви, другие, с нередко забавными, как в стихах о Человеке с Луной, сказочными образами, написаны для своего и ее развлечения. Для Эдит написал он стихотворение «Шаги гоблинов», в котором фантастические существа. То ли гномы, то ли гоблины, то ли фейри эльфа маршируют по ночному лесу под рожок Леприхона. Образ Фейри. Крошечных эльфиков, как выражалась любившая их Эдит, что в этом стихотворении, что в стихотворении Тинфанг Триль, где изображен играющий на свирели дух или Фейри, чем-то напоминающий пана, сильно отличается. Это не эпические герои, строители кора или картериона, и не пугающие соседи людей по Арьядору, а более типичные для английской литературы того времени игривые и миниатюрные создания, Толкин долго позднее пытался примирить непримиримые, в конце концов, уже в 1971 году, отозвался о шагах гоблинов так: Я желал бы, чтоб эта злосчастная вещица, представляющая воочию все, что я уже очень скоро, решительно возненавидел, была погребена навеки. Тем не менее, эти тексты тоже внесли свой вклад в мифологию, а некоторые, как два стихотворения о человеке с Луны, нашли даже себе место в легендариуме, как людской фольклор. Кстати, именно шаги гоблинов были наиболее успешным из ранних стихотворений Толкина. Напечатанные в 1915 году. В университетском поэтическом сборнике они затем несколько раз перепечатывались в разных антологиях. Толкин подходил к легендариуму и с другой стороны. На него огромное воздействие оказало знакомство, с одной стороны, с Калевалой и Леонрота, а с другой, с историко-эпическими романами у Мориса. В начале 1914 год. Он сделал в научном обществе пространный доклад о Каливале осенью задумал собственную переработку трагического сказания о сироте Кулерва, наиболее тронувшей его части эпоса. Писать он решил в прозе, перелагая финские руны в написанный архаическим языком роман наподобие повествования Морриса. Текст этот не был издан ни при жизни Толкина, ни долгое время после его смерти. Однако это действительно первый прозаический зародыш легендариума. Толкин по мере работы понемногу отходил от оригинала, вводя отсутствующие в нем мелкие детали, слегка перетолковывая древнефинскую картину мира. Со временем из истории Кулерова выросло, собственно, Толкиновское сказание о Турине, уже вполне вписанное в складывающуюся авторскую мифологию. В литературном творчестве Толкин находил частичное утешение среди обступивших его к концу 1914 год. Тревог. 4 августа 1914 года. Англия вслед за Россией и Францией вступила в войну с Германией. Началась Первая мировая, или как тогда ее называли, Великая война. Самый масштабный кровавый и разрушительный конфликт в мировой истории до того времени. Патриотическое чувство подталкивало Толкина в добровольце, но он хотел и окончить университет. В конечном счете он решил завершить обучение, а одновременно готовиться в корпусе военной подготовки к военной службе. Летом 1915 год Толкин сдал экзамен на степень бакалавра и получил отличие первого класса, блестяще окончив университет. После этого он отправился продолжать военную подготовку в Бедфорд. Толкина зачислили, согласно его желанию полк ланкаширских стрелков, где уже служил его друг Тш. Б. Смит. Правда, они оказались в разных батальонах. Завершив в начале 1916 год. Уже на новом месте, в Стаффордшире, обучение, как он сам выражался не без раздражения, науки убивать, Толкин был назначен офицером связи. Университет был окончен, предстояла отправка на Западный фронт во Францию, а значит, следовало скрепить союз с Эдит. Долгое ожидание завершилось 22 марта 1916 года. Когда Рональд Толкин и Эдит брэд обвенчались в соборе у Орика. Отец Фрэнсис, в конце концов, благословил их брак и даже сам хотел осветить его, но к этому моменту венчание уже было назначено, и совершил его духовник Эдит, отец Мерфи из Уорика. Тидит переселилась в деревню Грейт Хейвуд в Стаффордшире, поближе к лагерю Лонкашир Сейф. Грейт Хейвуд, подобно Уорику, быстро обрел в глазах Толкина романтический ореол и вписался в мифологию как эльфийское же поселение Тавробел. В июне Толкина отправили на французский фронт. Там он провел всего несколько месяцев. Но это были месяцы страшного побоища на Соме, в котором сгинули с обеих сторон сотни тысяч людей на глазах Толкина гибли его сослуживцы, перед его глазами выжженная полоса ничейной земли просто заваливалась человеческими телами. Гибли и друзья, именно на Соме погиб один из основателей Чукбор. Джилсон. В конце же 1916 год. Уже в Англии, Толкин получил весть о гибели Дж. Б. Смита. Только он и Кристофер Уайзмен, прослуживший войну на флоте, уцелели из четверых. Ужас тех дней, по собственному признанию Толкина, воплотился в картинах запустения, приносимого вселенским злом, столь частых в его творчестве, в том числе во «Властелине колец». Разрушительная мощь новых вооружений окончательно убедила его во вредоносности индустрии и технической науки. Именно война сделала из Толкина принципиального эскописта, приверженца побега от бездушности машинно-политического мира в царство воображения. И она же, несомненно, определила векторы его дальнейшего творческого пути. Именно на фронте понемногу начали складываться контуры собственных сказаний, не уступающих по размаху древним сагам, и подражающих им. И первым творением в этом роде стало падение Гондолина, Трагическая повесть о гибели прекрасного эльфийского города под ударами чудовищной военной машины сил зла. В конце октября Толкина, как и многих его сослуживцев, свалила окопная лихорадка. Судьба по-прежнему хранила его. Болезнь была несмертельной, но и выздороветь быстро он не мог, так что его отправили в госпиталь в Англию ноябрь, декабрь он провел по госпиталям, а Рождество встречал уже с Эдит в Грейт Хейвуде. Оно доставило ему немного радости, как раз пришло известие о смерти Смита, да и болезнь давала себя знать. Тем не менее он был дома рядом с любимой, и пока в безопасности. За время пребывания в Грейт Хейвуде зимой 1916 дробь 17 г замысел создать собственную мифологию стал обретать плоть. Более того, Толкину представлялось, что он может создать ни много ни мало мифологию для Англии. Много позже он писал. «Я с юных лет скорбел о нищете любимого моего края. У него нет собственных, привязанных к его языку и почве, истории того уровня, который искал и обретал, как составляющую в легендах других стран» имелось греческое и кельтское, и романское, германское, скандинавское и финское. Особенно меня поразившее, но ничего английского, кроме ужатой до убожества лубочной дряни. Конечно, был и есть весь мир Артурианы, но он, пусть и сильный, недостаточно естественен, ассоциируется с почвой Британии, но не с английской. Он не заменяет того, отсутствие чего я ощущал. Не смейтесь, но в некоторые времена. Ныне мой гребешок давно уже сник, я замышлял создать остров более или менее связанных легенд, размахом от больших и космогонических до уровня романтической волшебной истории, большие находили бы в меньших контакт с землею, меньше извлекали великолепие из просторного фона, каковой мог бы посвятить просто Британии, моему краю он должен был обладать теми тоном и качеством, прохладным и чистым, которых я желал, благоухать нашим аирам. Климат и почва с северо-запада, имея в виду Британию и близлежащие области Европы, не Италию и не Эгейду, тем более не Восток, и обладая в то же время. Насколько могу этого достигнуть? Дивной ускользающей красотой, которую некоторые зовут кельтской хотя она редко обнаруживается в подлинно кельтских древних вещах. Он должен был стать высоким, чистым от грубости, и пригодным для возросшего уже ума страны, задолго приобщившейся к поэзии. Я бы извлек некоторые сказания полностью, а многие оставил бы лишь помещенными в схеме и набросанными. Циклы должны были связываться в величественное целое, и при том оставить простор для других умов и рук, владеющих живописью, музыкой и драмой. Абсурд. Конечно, такой самонадеянный замысел не развился весь сразу. Фактом стали просто истории. Они возникали в моем уме как данность, а когда они по отдельности возникали, вырастали и связи. Увлекательная, хотя постоянно прерываемая работа. Особенно с тех пор, как, даже помимо жизненной необходимости, разум окрылялся другим древом и расточался на лингвистику. Однако всегда я ощущал, что рассказываю то, что уже было там, где-то не выдумываю. В Грейт Хейвуде он наконец записал и завершил падение Гондолина. Но теперь повесть не была просто изолированной историей о гибели эльфийского града и о человеческом герою Туарио, который становится зятем эльфийского короля и спасает остатки его народа. Туор и его жена Идриль оказываются родителями морехода Эрендела, которому суждено стать вечерней звездой. Все части мифологии, наконец, начинают сплетаться воедино. С падения Гондолина начались забытые сказания, те самые, в которых Толкин с гордостью хотел видеть мифологию для Англии. Рассказывают эти сказания древнегерманскому мореходу Ириолу на одиноком острове, Толериса в Западном море. Позднее острову суждено вернуться к берегам великих земель, заселиться людьми, сородичами Эреола, и стать наконец Англией, но это потом. А пока это преддверие страны богов, Валенора, населенный эльфами край, куда люди попадают только во сне и лишь Шириолу удалось попасть на его. В мифологии нашлось место и эльфийским языкам, к тому времени уже достаточно разработанным. Как говорил Толкинг, Льюису позднее он обнаружил, что невозможно выдумать языка без того, чтобы одновременно выдумать мифологию. Нередко новые образы и сюжеты рождались из размышлений над составленными Толкином эльфийскими словарями. Первое вводное сказание, тоже написанное в феврале 1917 год. В Грейт Хейвуде называлось «Домик забытой забавы». Также звалось и одно из ранних стихотворений, посвященное Эдит там описывались дивные места на морском берегу, где они задолго до знакомства встречались в своих сновидениях. Теперь сюда прибывает Эрел, и здесь выслушивает он забытые сказания. И третья повесть 1917 год. Тоже напрямую связана с Эдит. Сказка о Тенувиэль, Самый ранний вариант истории о Берине и Лутиэн Тенувиэль, эльфийской принцессе в нем она помогает своему возлюбленному отнять у злого бога Моргота, разрушителя Гандалина священный камень Сельмарил. Образ Лутиен, как мы помним, рожден именно любовью к жене. Толкин довольно долго колебался, сделать ему самого Берина человеком или эльфом, но в конце концов, сделал его человеком подобно Туору. Так родилась тема браков людских героев с эльфийскими девами и эльфийской крови в людях, сквозная для всего легендариума. Идит была тогда интересна работа мужа, к тому же она видела, что творчество укрепляет его дух и сил и перед приближающимся возвращением на фронт. Поэтому она была первой его увлеченной слушательницей и помощницей, а первые из забытых сказаний переписывались на белой ее рукой. В феврале Эдит в первый раз забеременела. А весной Толкина отправили в расположение полка в Йоркшир, чтобы оттуда вновь перебросить во Францию. Но этого не случилось. У Толкина вновь поднялась температура, и его поместили в госпиталь. Болезнь возвращалась раз за разом, так что он провел в госпиталях больше полугода. В это время он продолжал писать, и появилось четвертое из забытых сказаний, гораздо более мрачное и пессимистичная, чем первые три. История кулерва превратилась в сказание о турумбаре человеческом герое, несущем на себе страшное проклятие Моргота. Позднее Туромбар получит имя Турин. В Туромбаре Толкин, по собственному признанию, соединил финского кулерва, скандинавского Сигурда и греческого Эдипа. Туромбар Великий воитель, помогающий собственным сородичам и эльфам сражаться с силами зла, побеждающий великого дракона Гларунда. Позже Глауронг. Но проклятие преследует его. Он одержим гордыней, становится невольным убийцей, виновником многих бед для дающих ему приют, а в конечном счете по невидению вступает в брак с собственной сестрой. Оба кончают жизнь самоубийством. Толкин несколько раз возвращался к этой мрачной саге на протяжении своей жизни, раз за разом расширяя и перерабатывая ее. История Турина отзывалась каким-то глубинным терзанием его души, размышлением о человеческом жребе, о свободе выбора, о причине и природе зла. В итоге сказание оказалось едва ли не самой разработанной из легенд древних дней. Идит сначала переезжала, чтобы быть поближе к мужу, но в конце концов такая жизнь в не самых благоустроенных условиях стала угнетать беременную женщину. Она решила вернуться в Челкнам и рожать там. 16 ноября 1917 года. В Челкнее появился на свет первенец Толкина, Джон. Младенца крестил Фрэнсис Морган, и полное имя ребенка стало Джон Фрэнсис Руил. Рональд, только что выписанный из госпиталя, был вызван на службу и смог прибыть в Челкнем только к Кристинам. В начале 1918 год. Толкин, уже лейтенант, был определен в лагерь при устье Хамбера. Там он пробыл до весны, когда его перевели в Пинкридж, что в Стаффордшире. Обстановка на фронте изменилась, подкрепления требовались меньше, к тому же рецидивы болезни не прекращались. Так что Толкина решили оставить в Англии. В конце войны он еще на месяц с лишним попал в госпиталь. К моменту выписки пришли вести о развале блока центральных держав, начале революции в союзной Германии Австро-Венгрии и разложении немецкого фронта. 11 ноября охваченная революцией Германия вынуждена была подписать перемирие с Сантантой. Толкин уже в октябре наведался в Оксфорд чтобы поискать работу в университете. Прежний преподаватель древнеисландского, Уильям Крейги, предложил ему должность помощника лексикографа в штате, составлявшегося в Оксфорде нового словаря английского языка. Толкин с готовностью согласился. Сразу после окончания войны, не дожидаясь официальной демобилизации, он добился разрешения переехать с женой и ребенком в Оксфорд. В его жизни началась новая эпоха. Настоящий филолог, так аттестовал Р. Толкина его друг Льюис в одном письме 1939 год. На его взгляд, это обстоятельство было не менее важно для понимания Толкина и его творчества, чем его религиозная вера. Льюис мог иметь в виду многое и вполне филологический образ мышления от языка при котором пришедшая в голову словоформа могла породить целый сюжет, и осознание мира сквозь призму слов и литературных образов, и собственно погруженность в науку. Впрочем, русская филолог не вполне точно передает высказанное Льюисом мнение. Скорее Льюис, сам по научному происхождению вполне чистопородный лид, имел в виду, что Толкин – типичный лингвист, яс. Yes. И это безусловно было так во всех своих научных студиях, как и в литературных творениях, Толкин шел от языковых построений к любым иным. К вторжениям критиков, равно литературоведов, с их классическими или модерновыми нормами в область любимой им средневековой словесности Толкин относился не просто ревниво, но враждебно. Впрочем, он был яс. Больше по образу мышления и университетскому воспитанию, чем по партийной принадлежности. Когда Толкин только начал обретать влияние в Оксфорде, то попытался найти компромисс в вечном противоборстве коллег, а позднее отзывался о склоках лид. И яс. С неизменной иронией. Дружба Льюисом, кстати, здесь роль несомненно сыграла, как и сам Льюис на примере Толкина научился доверять филологам, по его собственному выражению. Что касается научной карьеры Толкина, то она складывалась в целом неплохо. Он был признанным специалистом языковедом, преподавал в университете. Участие в работе над словарем английского языка стало только первым шагом. Дальше были еще книги и статьи. Но при всей своей увлеченности и одаренности большой славы, как ученый Толкин не добился, по крайней мере, до тех пор, пока писательская известность не одарила его славой мировой. Работ, опубликованных при его жизни, было не так уж много, больше осталось в столе. Виной тому, как и с трудами литературными, была крайняя тщательность в работе. Далеко не одно сочинение Толкин вынашивал годами. Естественно, была в его университетской карьере иная сторона, далекая от преподавания и творчества, но неизбежно им сопутствующая. Толкин не мог не сталкиваться с хитросплетениями университетской политики, далеко не ограничивавшейся раз И яс. Борьба за посты в колледжах, за профессорские кафедры, настоящие предвыборные кампании, полный интриг и тайных сговоров, были в Оксфорде делом рутинным. И не только в Оксфорде, и не только были. Как в прошлом Толкин не чурался участия в буйных забавах студиозов, так и теперь он подчас не без увлечения включался в научно-политические забавы взрослых коллег, радовался удачам, огорчался поражением. И иногда он явно со вкусом ощущал себя опытным, влиятельным политиком и даже заговорщиком. Естественно, он старался елико возможно поддерживать друзей и единомышленников, сражался за то, что считал правильным и справедливым. Если Толкин и занимался политическими играми, то вовсе не был политиком беспринципным. Судьба Толкина отнюдь не обреченно была связана именно с Оксфордом. Первый период его работы в университете был сравнительно недолг. Толкин работал над словарем. Позднее он признавал, что эта работа дала ему чрезвычайно много как лингвисту, заставив тщательнее анализировать происхождение слов. А в 1919 году. Начал преподавать. Пока что он внештатно давал уроки древнеанглийского языка, в основном студенткам женских колледжей университета. Это позволило начать относительно обеспеченную жизнь, но в любом случае было меньше того, чего он добивался. В 1920 году Толкин выдвинулся на должность лектора английского в университет лица. Вовсе не Оксфорд, но шанс несколько более развернуться собеседование он прошел и осенью того же года приступил к работе. В лице Толкин провел пять лет. С одной стороны, университет не насчитывал и полувека истории, сам город в тогдашнем виде был типичным порождением эпохи промышленной революции, достаточно, чтобы Толкин его не взлюбил. С другой стороны, однако, увлеченность студентов, гораздо менее аристократичных и гораздо более трудолюбивых, чем в Оксфорде, придавала ему силы и удержала на первых порах от поисков нового места. С лицом связан ряд значимых успехов в научной биографии Толкина. В 1922 году. Он подготовил небольшой словарь среднеанглийского языка. Значит, он был как глоссарий к сборнику фрагментов средневековых текстов, изданному Сайземом, Сайзимом, прежде его преподавателем. Однако в своей работе Толкин несколько перешагнул рамки поставленной задачи, и словарь приобрел самостоятельное значение. Но прежде всего с деятельностью в лице связана наиболее прославившая его как филолога работа над изданием среднеанглийского рыцарского романа в стихах «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь». Роман, к исследованию которого Толкин несколько раз возвращался и позднее, создан в 14-х анонимным автором и является наиболее значимым произведением дочосеровской среднеанглийской литературы. Сюжет его не встречается ни в валийских и бритонских легендах, ни в континентальных рыцарских романах, это, пожалуй, первый роман из цикла о короле Артуре собственно английского происхождения. В завязке поэмы в Камелот, ко двору Артура, является устрашающий зеленый рыцарь он предлагает кому-либо из рыцарей нанести ему удар топором, при условии, что через год будет нанесен ответный. Сэр Гавейн, племянник короля, срубает зеленому рыцарю голову, однако тот не погибает, а удаляется со своей головой, напомнив рыцарю об обещании. Движимый рыцарской честью, Гавейн отправляется в зеленую часовню, где назначена встреча он находит место, в котором она расположена, и поселяется в замке, указавшего ее ему сэра Бертилака. Здесь он подвергается троекратному испытанию. Хозяин, уезжая на охоту и оставляя гостя в замке с женой, ставит условия, обмениваться вечером всем добытым за день. В первый день Гавейн получает один поцелуй от жены хозяина, во второй – два. Оба раза он честно передает их Бертилаку без каких-либо последствий. В третий раз хозяйка не только награждает гостя тремя поцелуями, но и дарит ему свой зеленый пояс, он, по ее утверждению, может спасти его от любой раны и смерти. Ожидающий страшной гибели в зеленой часовне Гавейн утаивает пояс от Бертилака. В часовне он встречает зеленого рыцаря. Тот дважды замахивается на него топором, и только в третий раз наносит удар, но только чтобы слегка поранить говейну шею выясняется, что зеленый рыцарь и Бертилак – одно лицо. Все происшедшее – просто насмешка со стороны сестры Артура, феи Морганы, целью которой было испытать смелость и честь рыцарей круглого стола. Гавейн, признав свое несовершенство, со стыдом возвращается ко двору короля. Личность автора, к вопросу о которой Толкин также обращался не раз, остается загадкой для исследователей. Ему чаще всего приписывают несколько других произведений, входящих в один рукописный сборник с Сэром Гавейном и схожих с ним по лексике и стилистике. Самое известное среди них – стихотворная христианская притча Перл, и потому автора иногда называют поэтом Перл. Толкин разделял эту точку зрения, занимался изучением и Перл тоже, а автора Гавейна считал человеком образованным и склонным к теологическим размышлениям соответственно и в романе он искал притчевое содержание, вслед за некоторыми другими английскими филологами. Впервые встретился Толкин с сэром Гавейном и Перл еще в школьные годы. Его внимание привлекли как необычное содержание. Кстати, это был, видимо, первый прочтенный им в подлиннике артуровский роман, так и язык романа, уже тогда будущий лингвист смог опознать диалект западного Медленда, родных краев Софилдов. Именно под влиянием интереса к сыру Гавейну он тогда же прочел и Перл, а заодно плотно взялся за изучение среднеанглийского. В 1922 году. На английский факультет лица в должности редера. Младшего лектора, устроился недавний оксфордский ученик Толкина-канадец Эрик Валентайн Гордон при небольшой разнице в возрасте в лице они быстро сдружились. Сразу же они засели за совместную работу над сэром Гавейном, существующие издания которого, по мнению Толкина, не отвечали университетским запросам. Толкин взялся за глоссарий в этом случае, а также, собственно, готовил к публикации текст. Комментарии в основном были работы Е. Гордона. Именно энергии последнего сэр Гавейн в немалой степени обязан своей публикацией, что отличает его от целого ряда других крупных работ Толкина, увидевших свет только после его смерти. Пока шла работа, Толкин получил профессорское звание. В 1924 году. Специально под него в Лите была создана дополнительная профессорская кафедра английского языка. Так Толкин стал профессором. Ему было всего 32 года. В российской практике с этим могла бы сравниться докторская защита в аналогичном возрасте. Исследовательские степени, добываемые защитой диссертации, к слову, тогда еще только входили в практику британских университетов, и тезис Толкину для получения кафедры не требовался. Впрочем, вышедшая в 1925 году, и издание сэра Гавейна и Зеленого Рыцаря, пожалуй, ответило бы самым взыскательным исследовательским требованиям. В 1925 году относятся еще две опубликованные Толкином небольшие научные работы. Одна посвящена некоторым вопросам среднеанглийской лексикографии, другая — исследованию английского названия жука-быстронога-дьяволов-упряжной. Корни его Толкин возводят к среднеанглийскому образу коней дьявола, например, в религиозном тексте 13. Святое Детство, позднее еще привлекавшим внимание ученого. В связи с этим частично рассматриваются и история английских названий лошади. Между тем Оксфорд манил назад. В 1925 году освободилась занимавшаяся прежде уехавшим в США. Крейги профессорская должность в колледже Ролинсона и Басуорта. Речь шла о преподавании англосаксонского, так что Толкин не мог и не хотел устоять. Сразу по объявлении конкурса он подал заявку, и после обычной для университета и довольно ожесточенной борьбы за место, на которую Толкин из лица никак повлиять не мог, оно досталось ему. В начале 1926 года. Толкин возвращается в Оксфорд и занимает профессорскую кафедру. В 1929 году Толкин написал статью, посвященную изучению языка святого детства и схожего с ним по тематике известного среднеанглийского текста того же периода правила анахареток. К последнему он также возвращался позднее, что в немалой степени объяснялось интересом к языковым чертам сочинения. Толкин пришел к выводу, что оба наставления к монахиням-отшельницам написаны на одном диалекте, даже на особом вполне стандартизированном языке, который он определил как язык А.Б. Происхождение языка и соответствующей литературной традиции ограниченные 13 столетием, Толкин связал с близкими его сердцу краями западного Медленда, выходцем откуда был и поэт Перл. Мнение это позднее было поддержано многими британскими филологами, в 1932 году. К Толкину обратились за консультацией по поводу имени кельтского божества Наденс, по каковому поводу он издал статью. Он возводил имя к глаголу со значением «хватать», присваивать исконно общему для кельтов и германцев. Именно с этим он связывал мифы о необычных руках позднейших продолжений Наденса, ирландского бога но аду серебряная рука и короля Луда, мифического основателя Лондона из валейских преданий. Не ограничившись кельтским материалом, Толкин проследил и продолжение наденцев в средневековой литературе Англии, вплоть до шекспировского короля Лира. Еще одна лингвистическая работа этого периода, опубликованная в двух частях в 1932-1934 годах. Исследование происхождения англосаксонского названия чернокожих африканцев и эфиопов Сиджил Хирван. Работа была названа Сиджилвара Ленд по переводу названия Эфиопия в англосаксонском тексте Библейской книги Исход. Сигил прозрачно означало солнце, но второй компонент слова оставался загадочным. Сопоставляя схожие слова в других германских языках, Толкин пришел к выводу, что хирва означает, скорее всего, разрушительное пламя. Все понятия целиком восходят к языческим временам, когда обозначало огненных демонов наподобие сынов Муспеля в скандинавской мифологии. Или болрогов в мифологии Толкина, как мы теперь знаем. В 1934 году вышла единственная работа Толкина, посвященная Часиру, самый поздний автор, вызывавший у него научный интерес, и едва ли не самый поздний из тех, в уважении к которым он признавался последовательно и без оговорок. Это статья Чосер как филолог. Рассказ Мажордома. В ней Толкин строит предположение о скрытых за фарсовым сюжетом одного из кентерберийских рассказов в филологических намеках. В частности, Толкин ищет и находит, родину двух пройдошистых кембриджских студентов с севера, главных персонажей истории, показывая при том значимость их происхождения для Чосера. Поэт, по его мнению, использует диалектные черты для создания особого комического эффекта, ускользающего от нас, но абсолютно понятного современникам. К рассказу Мажордома Толкин вернулся еще раз в 1939 году, когда переработал первый вариант статьи в публичную лекцию. Однако главным интересом Толкина в эти годы, когда он шаг за шагом выстраивал собственный легендариум, был англосаксонский и вообще древнегерманский героический эпос. Работы, посвященные этой тематике, он публиковал неохотно, и сознавая свою прежде всего лингвистическую репутацию, и подходя к ним с особой требовательностью и тщательностью. Он знакомил с выводами студентов в своих лекциях, но не считал нужным их издавать. Так, в столе остался подробный разбор героических сказаний старшей Эды о Сигурде, Атле Аттиле и гибели Бургундского королевства. Работа над ним была тесно связана с работой над поэмой «Легенда о Сигурде и Гудрун». Вместе с ней текст и был опубликован спустя десятилетия после кончины Толкина, Лишь немногим больше в смысле времени публикации повезло его работе по анализу англосаксонской эпической поэмы, известной как Финсбургский эпизод или Финсбургская битва. Сказание, пересказываемое также в крупнейшей англосаксонской поэме Биовульф и имеющее параллели в эпосе других германских народов, повествует о кровавой раз при эпохе великого переселения народов борьба идет между данами под предводительством Хнефа и фризами под главенством Финна. Даны, заманенные в замок Финна, подвергаются здесь нападению. Хнеф гибнет, но его воины во главе с Хёнгистом продолжают борьбу и в конце концов убивают Финна. Толкин трактовал поэму с точки зрения исторической школы, рассматривая ее как предание о подлинном событии. Сопоставляя сведения Финсбургской битвы и Биовульфа, Толкин предположил, что речь идет не столько о борьбе данов и фризов, сколько о междуусобицах в среде племени ютов. Он настаивал на тождестве Хенгиста с одноименным королем ютов, захватившим в середине пять. Кент. Хенгист и его брат Хорса, согласно английским и валийским преданиям, стали первыми англосаксами, закрепившимися в Британии. Таким образом, финсбургский эпизод обретал место в английской истории. Самой работе над легендариумом, кстати, Толкин в 1931 году, посвятил доклад эссе «Тайный порог». В нем он признавался коллегам в своей работе над сочинением вымышленных языков, делился опытом, и приводил несколько эльфийских стихотворений, в том числе одно большое «Последний корабль». Эссе тоже так и осталось устным докладом, и только в 1983 году было опубликовано в сборнике нехудожественных работ Толкина «Чудовище и критики». Название свое этот сборник получил по одной из наиболее известных академических работ Толкина, которая посвящена самой знаменитой англосаксонской поэме. Беовульф. Чудовище и критики. «Биовульф» был главный и давний как научный, так и литературной любовью Толкина. Впервые он прочитал его, как и Сэра Гавейна, в школе, причем в английском переводе раньше, чем Сэра Гавейна. Именно знакомство с Биовульфом побудило его по-настоящему взяться за древнеанглийский, чтобы прочесть поэму в оригинале. Биовульфа наряду с Сэром Гавейном и Перл Толкин декламировал на собраниях Чкбо. А позднее его лекции, посвященные Биовульфу, были весьма популярны у оксфордского студенчества. Толкин посвятил Биовульфу целый цикл, читал его ярко и прочувствованно, а водную лекцию начинал с декламации первых строк поэмы. Студенты сразу же будто переносились на тысячелетия назад. Англо-американский поэту 10. Один, преданный почитатель толкиновского таланта, писал ему позднее. Я вам, кажется, никогда не говорил, Какое незабываемое впечатление произвело на меня, студента, ваше чтение Биовульфа. Ваш голос был голосом Гэндальфа. Ему вторил другой слушатель Толкина, критик и писатель. И Стюарт. Он мог превратить аудиторию в пиршественную залу, где он был бардом, а мы слушателями и гостями на перу. Действие Биовульфа происходит в Скандинавии времен Великого переселения народов. Один из второстепенных персонажей, как известно из франкских хроник, погиб в 521 грамме. И англосаксов среди действующих лиц нет. В поэме как бы две сюжетные линии. Одна второстепенная историка династическая связана с историей владетельных родов скьёльдунгов, хрёдлингов и скильвингов. Их раз при связи между собой, однако, только в фон, на котором разворачиваются подвиги главного героя воина Биовульфа, находящегося в родстве с гаутскими королями Хрёдлингами и наследующего к концу сказания их власть. Биовульф практически не участвует в кровных распрях, он сражается с мифологическими чудовищами, угрожающими всему миру людей. В начале поэмы он появляется при дворе датского короля Храдгара в Хиароте, опустевшем из-за нападения отвратительного болотного тролля Гренделя. Биовульф убивает чудовища, Однако затем вынужден спуститься в омут, где укрылся издыхающий тролль, а там справиться с более страшным врагом — его матерью. Величайшим же подвигом Биовульфа стал последний битва с драконом, обрушившимся на Гаутов после кражи чаши из его логова. Биовульф с единственным соратником противостоит змею, убивает его, но и сам гибнет. Поэма заканчивается погребением героя. Толкин немало заимствовал из поэмы для своего собственного творчества. Тема битвы с драконом занимала его всегда, и мотивы Биовульфа наряду со старшей Эддой отзываются в разных драконоборческих историях Толкина от «Туром Борода Хоббита. В последней, конечно, оказалась позаимствованная история с украденной чашей, возбудившей гнев дракона. Хорошее знакомство с Беовульфом подтолкнуло его использовать англосаксонский аллитеративный стих в современной эпической поэзии. Начиная с посвященной тому же Турину аллитеративной поэмы «Дети Хурина» 1920-х годов. Толкин не раз предпринимал эксперименты в этом направлении. Помимо же всего, в поэме его привлекал рисуемый образ легендарного мира, не слишком исторически достоверный, но отвечавший его глубинным чаяниям скандинавские герои поэмы, разумеется, не знают Христа. Однако они имеют представление о едином Боге, почитают его, а к идолам обращаются разве что в отчаянии. Автор поэмы раз за разом забывает, что говорит о языческой эпохе, и придает своим героям черты англосаксов 8-10 веков. Толкин также старался совместить в героях собственных величественное благородство варварского, да государственного в своих корнях эпоса, и если не полноту истинной веры, то отрицание ложной поклонения демонам. Люди Запада у Толкина, как отмечал он сам, чистые монотеисты, следующие естественной теологии прежде откровения. Естественно, разносторонность Биовульфа часто виделась как противоречивость в первых десятилетиях 20. Поэме немало досталось от литературоведов. Критиков. Сталкиваясь с невероятным не только для новой литературы, но и для классического эпоса сочетанием историзма и бурной мифологической фантазии, специалисты объявляли поэму плодом компиляции. Причем компиляции бездумной и некачественной сторонников доминировавшей тогда в германистике исторической школы раздражали избыточные для жанра устной хроники чудовища, они требовали от англосаксонского поэта большей достоверности. Находившимся в меньшинстве мифологистам не доставало языческой архаики и более подробного изложения упомянутых лишь намеком более древних эпических песен. 25 ноября 1936 года. Толкин выступил в Британской академии с лекцией Биовульф. Чудовище и критики, которая вскоре была опубликована. Это довольно пространное эссе подвело итог предшествующим студиям над поэмой, и во многом определило направление постижения ее исследователями позднейшими. Для самого Толкина это была во многом программная речь, основные положения которой он развивал затем отнюдь не только как ученый. Толкин настаивал в первую очередь на целостности и логичности Биовульфа. Англосаксонский автор, естественно, на основе сохраненной в устной передаче традиций, создал именно ту поэму, которую хотел создать. И разлагать поэму в поисках этой традиции может оказаться занятием неблагодарным. Толкин сам предложил свои схемы генезиса некоторых эпизодов и тем, но не уставал подчеркивать. Возможность таких реконструкций не снижает ценности сохранившегося памятника. Особо ревностно. Отсюда название лекции, защищал он от нападок мифологическую составляющую поэмы «Чудовищ». Беовульф как есть, именно в своем синтезе истории и мифа, логичен и самоцейонен. Эта логика, возможно, превосходящая обыденное разумение современного мира, но вполне может быть им осознанно. Достаточно признать, что для поэта Биовульфа чудовища не были ни нелепым вымыслом, ни аллегорией. Даже относясь, возможно, к миру высокой фантазии, они хотя бы там существовали в своем праве. И именно основная героическая линия, главная в Биовульфе, это не умаляет возможной достоверности, но ни ее, ни историзм в современном понимании автор имел своей целью. И именно благодаря этому основному содержанию Биовульг должен быть ценен для современности, если она сумеет подняться над собой. В объяснении своей позиции Толкин рассказал своеобразную притчу. Некий человек, живший в коттедже, построенном среди руин старинного замка из его древних камней, решил выстроить из оставшегося развала башню. Однако его друзья, придя посмотреть на постройку и даже не поднявшись на нее, тут же решили ее разобрать, ведь камни так интересны с исторической точки зрения. Некоторые принялись исследовать историю замка, другие, сделав по ходу вывод о залежах угля под башней, забыли и об этом, после чего занялись вовсе уже не историческими раскопками. При этом разрушенное строение удостаивалось и похвал. Интереснейшая башня! И критики! Что тут за беспорядок? Естественно, после разрушения. Потомки строителя рассуждали. Он такой странный. Вообразите, он использовал эти старые камни, просто чтобы построить нелепую башню. Почему он не восстановил старый дом? У него не было чувства сообразности. Но с вершины той башни, заключает Толкин, человек мог смотреть на море. К тому же самому, праву фантазии, волшебной истории каковое понятие вбирало и сказку, и миф, и епос, и рыцарский роман, и современные произведения о чудесном, существовать в своем праве, было посвящено и следующее программное эссе Толкина. Изначально лекция о волшебных историях была прочитана 8 марта 1939 года. В университет Сент-Эндрюс как чтение памяти знаменитого английского сказочника э. Лэнга. Однако работа над текстом началась задолго до приглашения от университета. В законченном виде он действительно представлял программу того литературного жанра, признанным мастером которого Толкин уже являлся после публикации в 1937 году. Хоббита. Толкин, к слову, не применял слово фантазия. Фэнтези для определения собственно литературного направления. У Толкина фантазия... Способность к неограниченному творческому вымыслу, средство создания волшебной истории, фейристория. Фантазия выводит человека из повседневности на просторы волшебной страны, феерии. Творя волшебную историю, человек вольно или невольно созидает целый вторичный мир, неминуемо похожий на первичный, но существующий по своим, вовсе не рациональным законам этот вторичный мир вполне может размещаться где-либо в мифическом былом мира первичного, а то и соседствовать с ним в настоящем, как мир древних сказок и героического эпоса. Творя свой мир, человек не посягает на прерогативы Создателя, но дерзает стать сотворцом. Теория сотворчества и беспокойства о его границах, чрезвычайно важные для Толкина, пронизывают его литературные произведения он посвятил этому стихотворение Мифопае, посвященное праву человека на создание мифов в глазах Творца, и способности людей творить, подобно Творцу. В эссе он цитировал Мифопою. Волшебная история, способ освобождения, побега из неблагополучной действительности. Побег. Эскейп, значимая тема и упомянутого толкиновского эссе и многих трудов как заступников, так и критиков фэнтези. Фэнтези, бесспорно, литература эскапистская, бросающая вызов теперешнему бытию. В этом-то, откровенно говоря, и залог, и ее признание. Прогресс в прошедшем столетии был подлинно кипучим, и весьма многим в этой буре перемен пришлось нелегко. Для миллионов книги фэнтези наравне с историческими романами, стали своего рода отдушиной. И мир мифический, вторичный, и похороненный прогрессом мир минувшего сумели превратиться в неплохое укрытие от черствой рассудочности, цинизма, господства машины и политики. Научная фантастика на эту роль, как подчеркивал не сильно жаловавший ее Толкин, годилась намного меньше. Волшебные истории Толкин полагал серьезной взрослой литературой. Детскость и сопряженную с ней наивную нравоучительность в купе с излишней мягкостью Толкин считал губительными для подлинной волшебной истории. Он, кстати, замечал, что в основе такой детскости лежит превратное представление о детских вкусах. Как бы то ни было, именно здесь и проходит черта между волшебной историей и волшебной, фейной сказкой. Фейри Тейл Кон де Обычный для английской и французской литературы 19, начало 20. В на последнюю Толкин обрушился поистине безжалостно, крошечных эльфиков, обычных для такой сказки, особенно если они склонны к нравоучениям, он тогда уже определенно возненавидел. Его феерию населяли величественные эпические герои, не порхающие с цветка на цветок и не читающие нотации детишкам. В 1940 году Толкину еще раз представился случай вернуться к Биовульфу он написал предисловие к новому изданию классического подстрочного перевода поэмы современной английской прозы Дж. Эрк. Холла. В предисловии Толкин подробно охарактеризовал проблемы, с которыми сталкивается переводчик древнеанглийской поэзии и конкретно Беовульфа он выступил с критикой как излишней модернизации и вульгаризации текста, так и искусственного удревнения, перевода архаических слов не менее архаическими, а то и надуманными. Кроме того, Толкин воспользовался возможностью, чтобы высказать свои соображения о метрике поэмы и о литерации в ней. Годы Второй мировой войны Толкин провел в Оксфорде, однако научная работа занимала его теперь меньше, и завершил он лишь один серьезный труд, о котором чуть ниже. Причина тому теперь хорошо известна, все это время шла работа над Властелином колец. Осенью 1945 год. Толкин перешел в Мертон колледж, где стал профессором английского языка и литературы. Это укрепило его положение в университете, при том, что сам Толкин все больше погружался в писательский труд, работа над романом завершалась. Однако на самом деле и от трудов научных он не отходил, просто времени довести их до желаемого идеала не хватало катастрофически. Толкина еще в 1930-х годов заинтересовала небольшая среднеанглийская поэма сэра Арфюа, переделка древнегреческого мифа об Орфее и Вредике, где потустороннее царство заменила страна эльфов. Во время войны для образованных при университете кадетских курсов он выполнил перевод поэмы на современный английский язык. Работа была завершена в 1944 году. Хотя тогда прошла почти незамеченной. Должным образом признан Толкиновский сэр Арфео был уже после смерти переводчика, когда встал в контекст других его переводов со среднеанглийского. Переводы Перл и сэра Гавейна были в работе еще с довоенного времени. Перл определенно готовилась к публикации, но ее сорвала безвременная смерть в 1938 году. И... Гордона, совместно с Толкином планировавшего издание, Толкин раз за разом возвращался к переводам и во время, и после войны, шлифовал, вносил исправления. В середине 50-х была предпринята попытка тиражной публикации, но Толкин не сумел написать научно-популярное предисловие и отказался от затеи. Все три перевода вышли под одной обложкой уже в 1975 году, когда любая книга с фамилией Толкина находила массового читателя. Особенно важен для Толкина был, конечно, перевод Сэра Гавейна. За прошедшие годы он многое передумал относительно поэмы и готов был полушутя критиковать себя прежнего за отдельные выводы. В 1953 году перевод был завершен и даже в известном смысле опубликован. В декабре Толкин предоставил его BBC для радиопостановки. Эта передача имела определенный успех и в следующем году ее повторили. Собственно, она и подтолкнула толкиновских издателей, вдохновленных выходом «Властелина колец», к попытке настоящей публикации. Еще до постановки, 15 апреля 1953 года. Толкин выступил с лекцией о Сэре Гавейне в университете Глазго. Сильно сокращенный и переработанный в популярном плане вариант лекции был предоставлен компании как сопровождающий постановку. Полностью лекция была опубликована только в сборнике «Чудовище и критики». Лекция представляла собой своеобразный итог долгой работы Толкина над исследованием поэмы, и как часто у него бывало, несмотря на сравнительно небольшой объем, во многом определила направление для исследователей последующих волшебное обрамление, кажущееся к финалу почти нелепым. Не главное, по его мнению, в поэме, хотя и является существенным, неотъемлемым элементом ее восприятия. Весь текст толкуется как притча, хотя не прямолинейная аллегория, повествующая об искушении и необходимости покаяния для истинного прощения. Большое внимание уделено также противоречиям между Куртуазным кодексом и долгом чести, тема более явно в поэме присутствующая. Толкин почитал Сэра Гавейна лучшим творением английской повествовательной поэзии Средневековья и считал возможным поставить рядом с ним только Троила и Креседу Чосера. Остается добавить, что собственный Толкиновский труд над поэмой в конечном счете вполне вознаградился. Его издание, вышедшее первым массовым тиражом в 1968 году. И перевод романа считаются ныне лучшими. Еще один памятник средневекорья, занимавший Толкина в 1940-х, начале 50-х годов. Англосаксонская поэма ⁇ Битва при Малдоне ⁇ Судьба и даже содержание этого текста отчасти напоминают древнерусское слово о полку Игореве. Поэма известна в единственной рукописи, обнаруженной еще в 18 -х. И почти сразу после копирования и публикации погибшей в пожаре. Англичане, впрочем, не слишком склонны к безосновательным принижениям собственной культуры, так что спор о подлинности за два века не успел толком разгореться. После же обнаружения в 1930-х годов. Копии транскрипции 18. С оригинала древность битвы при Мелдоне никто под сомнение не ставил. Опять же подобно русскому слову, древнеанглийская битва, сказание о печально прославленном поражении. В отличие от большинства англосаксонских эпических поэм автор повествовал о событиях своего времени. 10 августа 991 года англосаксонский Эрл Биартнот с немногочисленной дружиной встретился при Мелдоне с большим войском викингов под предводительством Алава Трюгласона. Тогда еще язычника, а позднее крестителя Норвегии. Несмотря на численное превосходство противника, нот не только принял бой, но даже разрешил викингам беспрепятственно переправиться через разделявшую врагов реку. В последовавшей сече англосаксы были на голову разбиты, почти все пали, в том числе и Биартнот. Поэма описывает героические и отчаянные подвиги поочередно гибнущих танов и воинов Биартнота. Толкина заинтересовало понятие Афермат, которым в поэме определяется причина гибельного для Биартнота и его владений благородства по отношению к врагу. Он, вслед за большинством комментаторов, толкует их как чрезмерная неукротимая гордыни и считает именно данный отрывок ключевым для понимания поэмы. Толкин написал на эту тему целую пьесу на двух персонажей, «Возвращение Биарт Нота», сына Биарт Фельма, в которой описывается, как двое поданных погибшего Эрла выносят его тело с мертвого поля битвы для погребения. Пьеса была написана в 1940-х годах. А Опубликована в 1953 году с предисловием и послесловием автора. В них Толкин доказывал, что главное в поэме не восхваление героического Северного Духа, а осуждение напрямую связанной с ним неукротимой гордыни. Вся северная теория мужества, которую он здесь внимательно исследует, даже в лучших своих проявлениях оказывается неотделимо от гордости и чисто языческого отчаяния. Ее основа в том, что мир обречен, что все деяния людей и богов в конечном счете приведут к поражению и их поглотит тьма. С приходом христианства мир меняется, и думать лишь об увековечении собственной доблести становится недостойно вождя. Толкин связывает воедино общей темой рыцарской бравады властителей три наиболее значимых в его глазах английских эпических поэмы. Биовульфо, битву из сэра Гавейна, 1953 год, ознаменовался выходом и еще одной, чисто лингвистической работы, посвященной среднеанглийскому слову лассенджер. Обманщик, льстец. Толкин определил статью, подготовленную в 1951 году, для Международного филологического конгресса в Лижо, как эскиз этимологического и семантического исследования. Не ограничившись общим признанием французского заимствования, отмеченного впервые у Чосера, Толкин все-таки доказывает древнегерманское происхождение слова. Как уже говорилось, к первой половине 20. относится внедрение в британских университетах пришедших из США из континента исследовательских степеней. Ранее, как правило, преподаватели продвигались по лестнице званий от редера до профессора а наиболее заслуженные профессора со временем могли получить почетную докторскую степень. Теперь, с расширением научного мира за границы университетов, необходимой частью академической карьеры стала аспирантская подготовка и защита диссертации. Тезиса на степень доктора философии. Толкина это нововведение счастливо миновало. Он очень рано получил профессорское звание, авторитет его и профессионализм никто не оспаривал. К тому же он был суровым противником происходящей реформы, ибо считал, что формализованное исследование отвлекает от преподавательской и подлинной научной работы. Кстати, разделял с ним эту неприязнь Никс. Льюис, ученый не менее талантливый и едва ли не более известный. Так и получилось, что с 1930-х годов, постоянно руководя аспирантами, Толкин тем не менее сам ни одной диссертации в жизни не защищал. Докторат, разумеется, почетный и высший, согласно традиции, он и так получил. Первым докторскую степень присвоил Толкину Национальный университет Ирландии, для которого он работал выездным экзаменатором. Произошло это в 1954 году. После выхода в свет романа у Толкина появились новые проблемы и новые обязанности. Он в поте лица трудился над Сильмариллионом, целым корпусом текстов, к тому времени уже выросшим из книги забытых сказаний. Он отвечал на многочисленные письма поклонников, нередко вдаваясь в подробные объяснения тех или иных деталей своего вторичного мира. Это вело, в свою очередь, к совершенствованию самого этого мира, Нередко та или иная деталь, несогласованность в собственных текстах или вымышленных языках подталкивала Толкина к выяснению и к новой работе. Наука Средиземья, в том числе лингвистическая, занимала его теперь определенно больше, чем наука первичного мира. На последнюю перестало хватать времени, и Толкин в основном завершает старые труды, насколько доходили до них руки. Так, в 1962 году, было опубликовано еще до войны готовившееся им к изданию правила анахареток. Еще сразу после издания последнего тома романа, в 1955 году. Толкин выступил с давно ожидавшейся от него лекцией английский и валийский. В ней Толкин рассматривал взаимосвязи языков, постулировал важное для него различие между английским и британским, а также немало рассказал о возникновении увлечения валийским у него самого. Толкин весьма критично был настроен к увлечению англичан кельтской традицией, как валийской, так и ирландской. Но кельтскую культуру и кельтские языки сами по себе он любил, и они вызывали у него постоянный интерес. В 1963 году, эссе вышло отдельной брошюрой, а позже вошло в сборник чудовища и критики. Публикация «Властелина колец» и превращение затем в мировую знаменитость склонили Толкина к мысли об отставке из университета. Средств у него теперь было более чем довольно, преподавание отчасти прискучило, и он счел для себя достаточным предаться трудам литературным. В 1959 году Толкин вышел на пенсию прощальный адрес его, прочитанный при весьма торжественных и собравших большую аудиторию проводах в Мертон колледже, надо признать, получился несколько злым. Толкин с благодушной иронией прошелся по старинному противостоянию Лид. И Яс. Совсем неблагодушно обрушился на исследовательские новшества, но завершил речь теплым благословением коллегам и университету. Нельзя сказать, что на этом Толкин полностью расстался с наукой и преподаванием. Он охотно давал консультации коллегам, был в курсе университетских дел. Однако теперь он принадлежал литературе и за большие научные работы больше не садился. Разве что слегка улучшал готовые к публикации или переизданию старые. В 1964 году. Он написал предисловие к изданию небольшого собственного сборника «Дерево и лист». Сборник включил эссе о волшебных историях и посвященную той же теме сотворчества и ответственности перед творцом притчу «Лист работы Нигля». Так что Толкину представился случай обратиться к мыслям по этому поводу вновь. Он несколько переработал саму лекцию, в остальном же ограничился кратким вступительным замечанием. Единственным его серьезным научным трудом 1960-х был тот, от которого он просто не мог отказаться. Толкина пригласили к участию в комментированном издании на английском языке Иерусалимской Библии. Образцом и отчасти источником для этого организованного Доминиканским орденом издания стала французская Иерусалимская Библия 1956 год. Название было связано с тем, что в отличие от традиционных для католиков переводов с латинской вульгаты, Иерусалимская Библия должна была переводиться с языков оригинала. Английский перевод следовал этому принципу, правда, сверяясь с французским прототипом. За основу в большинстве случаев бралась греческая Библия, септуагинта, но с тщательным учетом еврейских разночтений. Толкин работал как переводчик, с греческого, и комментатор лексики ветхозаветной книги Ионы. Участвовал он и в выработке концепции проекта, с чем иногда связывают отмечаемую в английской версии тенденцию к литературности. В 1972 году, вслед за награждением Толкина орденом Британской империи, Оксфордский университет пожаловал его, наконец, докторской степенью, из имевшихся у него на тот момент нескольких почетных докторатов, конечно, наиболее ценный. Так за год до кончины Толкин стал доктором литературы, как было особо подчеркнуто, не в связи с литературными достижениями, а как выдающийся специалист в английской филологии. Толкина только с оговорками можно назвать аристократом от науки, прирожденным ученым, его главный талант, что он и сам неустанно подчеркивал, и доказал делом, лежал в иной области. Может, ему нравилось воспринимать себя как одного из тех скромных тружеников науки, без каждодневной работы которых взлеты мысли научных гениев просто невозможны. Как во властелине колец, простое остается осмысленным и без высокого, а высокому без простого не выжить. Однако Толкин был слишком высокопрофессиональным тружеником, и если наука не стала, или перестала в какой-то миг быть искусством всей его жизни, то он, во всяком случае, достиг в профессии подлинных высот мастерства. Пришедшее к нему академическое признание было более чем заслуженным, и действительно не стоит связывать его только с потрясающим литературным успехом. В общем, едва ли стоит бездумно объявлять Толкина одним из лучших филологов мира. По здравому размышлению он с этим не согласился бы. Он был просто... Лучше не скажешь, настоящий филолог. Отчбода инклингов. В жизни Толкина с самых школьных лет большое, по правде говоря, одно из самых главных, место занимало общение с людьми, разделявшими схожие с ним научные и литературные интересы. Раз за разом общение это выливалось в одну и ту же форму, неформального клуба с четко очерченным ядром. Куда Толкин неизменно входил? и непостоянным составом члены клуба читали друг другу древние и собственные произведения обсуждали прочитанные дискутировали на самые разные темы вместе не все вместе конечно проводили досуг и еще одну черту таких клубов первым из которых в жизни толкина было школьное чбо стоит отметить чтобы было ясно многое из дальнейшего все они были подчеркнуты мужскими в некотором смысле они воплощали тот идеал мужской дружбы, основанной на общих целях и интересах, о котором немало написал Кс Льюис! Такую дружбу, как справедливо заметил 10. Карпентер достоверно изобразил в своих произведениях сам Толкин. Мы встречаем ее и во властелине колец, и в детях Хурина, и в Notion Club Papers в которых Толкин уже непосредственно отразил собственный опыт клубного общения. Среди причин, порождавших особую атмосферу таких дружеских союзов, тот же Карпентер справедливо называет Первую мировую войну. Во время войны так много старых друзей погибло, что выжившие ощущали необходимость держаться поближе друг к другу дружба такого рода была явлением весьма примечательным и в то же время совершенно естественным и неизбежным. Современные авторы считают своим долгом заметить, что даже самые тесные взаимоотношения в рамках таких дружеских кругов, например, дружба Толкина и Льюиса, не имели ничего общего с гомосексуальностью. Это так. Была, однако, другая, более серьезная социальная проблема, которая отчасти или целиком уводила образованных британских мужчин из семей в самые разные варианты мужского клуба, дружеские или тривиальные. С крахом традиционного общества и торжеством индустриального городского уклада для женщин осталось крайне мало возможностей полноценно разделять труды и заботы мужчин. Детей же еще следовало вырастить. Так что клубы давали то, чего уже не могла дать семья круг людей своего социального и образовательного уровня, тех, кому можно доверить свои мысли, не рискуя быть непонятым. К тому же клуб каждый мог выбрать для себя сам. И Толкин выбирал. Точнее, создавал вокруг себя, дружеские кружки, увлеченных языком и литературой людей творчества. Шгбо было уничтожено Первой мировой. Остался лишь один из школьных собратьев Толкина, Кристофер Уайзмен, и оставалась дружба с ним. По крайней мере, первое время. Они переписывались, Уайзман высказывал Толкину мнение и давал советы по поводу забытых сказаний, даже подталкивал друга к их сочинению. Третий сын Толкина был назван в честь старого друга. Время от времени они встречались, но эти встречи и подводили понемногу под дружбой черту. Уайзмен после войны стал директором методистского пансиона он был методистом глубоко верующим и также с детства, сын служившего в Эджбастоне методистского пастора. Толкин переживал, но ранее их общению это не мешало. Однако теперь Уайзмен увлекся своими административными обязанностями, о творческих достижениях едва ли помышлял, и вскоре между друзьями не осталось почти ничего, кроме ностальгии по былому. Впрочем, переписывался Толкин с ним до самой смерти, последнее письмо датируется 1973 год. Оно подписано. Твой преданнейший друг. Твой ЧРРТ. Чувбо. В лице Толкина и Гордон создали клуб викингов, в который входили, помимо них здешние студенты. По словам Десять Карпентера, клуб собирался для того, чтобы поглощать пиво в больших количествах, читать саги и распевать шуточные песни. Толкин и Гордон в шутку и всерьез сочиняли стихи на древнеанглийском и готском. В 1936 году. Без ведома авторов один из бывших студентов напечатал эти тексты сборником «Песни для филологов в Лондоне». Из 30 песен Толкином написано 13, и некоторые имеют отношение или к легендариуму, или к развиваемым в нем идеям. Через некоторое время после переезда в Оксфорд, в 1926 году. Толкин учредил клуб Колбитар, что в переводе с древнеисландского означает «углегрызы». Целью клуба было чтение древнесеверной литературы в оригинале, доступное далеко не всем членам на момент основания. Толкин выступал за стрельщиком чтения древнеисландских текстов, переводил и толковал их для коллег, которые под его чутким руководством и сами со временем стали делать серьезные успехи. Основным чтением были исландские саги, но время от времени Толкин мог разрядить возвышенную обстановку собственным легкомысленным стежком под занавес. Членами клуба были теперь действительно коллеги, преподаватели университета, интересовавшиеся средневековым Севером. Среди них ректор Мадлин Коледжеш Гордон принимавший толкина на работу в лиц а ныне тоже вернувшийся в оксфорд кокхилл учившийся в эксетере в первый период работы толкина в университете т а найонс с которым тогда же толкин работал вместе из других несколько менее давних и близких знакомцев толкина входили профессор классицист П. м докинс идж брайсон у которого в бл колледже клуб собирался стал углегрызом и член Мадлин колледжа с... Льюис, знакомство которого с Толкином относится как раз к 1926 году. Клайв Степлс Льюис родился в 1898 году. В Белфасте на севере Ирландии, в самом сердце преимущественно протестантского и оставшегося верным британской короне Ольстера. Лишившись в возрасте десяти лет горячо любимой матери, Льюис вскоре расстался и с родным домом. Отец, не умевший и не любивший возиться с детьми, предпочел отправить Клаева в отдаленную школу. Нелестные воспоминания об этом вполне элитном учебном заведении преследовали Льюиса долгие годы. В будущем он посвятит немало язвительных страниц подобным школам. Безразличию тамошних преподавателей, Доносительству и побоям со стороны старших и физически сильных учеников. Лишь в 16 лет судьба свела Льюиса с подлинным учителем. Два года он брал уроки языка и литературы у профессора Керкпатрика. Тот стал, пожалуй, первым, кто действительно попытался проникнуть во внутренний мир юноши. Именно благодаря Керкпатрику Льюис избрал для себя судьбу филолога, специалиста по античной и средневековой литературе. Кёрк Патрик стал прототипом профессора Дигари Кёрка из прославившего Льюиса сказочного цикла «Хроники Нарнии». С 1917 года Льюис учился в Оксфордском университете. Впрочем, учебу в самом начале прервал военный призыв. Льюиса отправили во Францию, в пекло оканчивавшийся, но еще не окончившийся Первой мировой. Потом, ранение, госпиталь о пребывании на фронте Льюис старался не рассказывать и почти не писал. В его книгах встречаются батальные сцены, но тема войны никогда не выходит на первый план. В 1919 году Льюис вернулся в Оксфорд. Окончив университет, он остался там преподавать английскую филологию. Его лекции пользовались шумным успехом у студентов, а научные труды, от истории английской литературы 16 до перевода Энеида Вергилия, впрочем, так и неизданного, принесли признание коллег. Как и многие преподаватели, Льюис в 20-х годов посещал литературные кружки, писал и даже печатал стихи, впрочем, не принесшие ему известности. Этим он походил на Толкина, разве что отличался большей скоростью в работе, а значит и большей способностью заканчивать начатое. Знакомство с Толкином стало переломным моментом в жизни Льюиса. Уже при первой встрече они немало проговорили о средневековой литературе, и убедились в общности интересов. Увлеченные своим делом коллеги, с не очень большой разницей в возрасте, они быстро сдружились. Тем для общения было предостаточно, и остановиться было трудно в одном из писем 1929 год. Льюис упоминает разговор с Толкином о богах, великанах и Асгарде, продлившийся три часа. Уже в то время Льюис прочел почти все из толкиновского портфеля, и вскоре творчество друга станет сильнейшим импульсом для собственного. Пока же Льюис с шутливым изумлением восторгался автором огромных романов в стихах и карт, их сопровождающих для Толкина Льюис уже к началу 1930-х стал, наверное, ближайшим другом, если в своем роде не единственным, каковым, и оставался затем два десятка лет с лишним. Льюис был несколько осторожнее, и еще в 1931 году относил Толкина в ряд друзей второго класса, почетный, но не исключительный. Многое изменили, скрепив их дружбу и породив новый творческий союз события осени как раз с этого, 1931 год. Льюис, подобно одной своей героине, отошел от христианства в детстве, тогда же, когда перестал верить в Санта-Клауса. Решающую роль в смене взглядов сыграло именно знакомство с Толкином. Тот, разумеется, с горечью воспринимал безверие Льюиса. Они много спорили о культуре и мифологии, о смысле жизни и творчества. В итоге к концу 1920-х Льюис уже мог сказать о себе, что верит в Бога, однако христианство понять и принять не мог. 19 сентября 1931 года. Толкин и Хью Дайсон. Тоже филолог, некогда однокашник Энн. Хокхила по экситиру, преподававший в университете Рейдинга, встретились за поздним обедом у Льюиса в Мадлин колледжа. Послеобеденная прогулка затянулась за полночь. А потом до трех ночи разговор продолжался в апартаментах Льюиса. Толкин и Дайсон пытались втолковать другу суть и смысл искупительной жертвы Христа и его воскресения. Толкин спросил Льюиса, почему жертва Христа не ясна ему, когда он понимает языческие мифы о жертве за других, или об умирающих и воскресающих богах. Льюис заметил, что мифы — всего лишь посеребренная ложь. «Нет», — отрезал Толкин. «Не ложь. Миф», — продолжал он, — «лишь следствие человеческих понятий, иногда выдумок об истине, но они преломляют истинное, идущее от Бога знание». Становясь со Творцом, давая волю фантазии, человек ищет дорогу к Творцу, к той степени подобия ему, которая была дана до грехопадения мифы пусть неверными путями, но могут вести к истине, в отличие от технического, чисто материального и от того ведущего в бездну прогресса. В Евангелии, волей истинного Творца и автора этого мира, мифу позволено было стать истиной. Тогда, ответил Льюис, я начинаю понимать. После еще нескольких дней размышлений Льюис твердо осознал, что стал христианином. Толкин изложил высказанные им в ночном разговоре мысли в длинном стихотворении или небольшой поэме ⁇ Мифопоэ ⁇ Именно так он с тех пор определял для себя свой творческий метод или даже жанр. Стихотворение же посвятил Льюису. Так Льюис пришел к христианству, принципам которого не изменял уже никогда. Настигнутой радостью. Назовет он позже свою духовную автобиографию. Избранный путь принес ему немало как уважения, так и неприязни. Льюис ощущал в себе силы стать не только писателем и ученым, но и мыслителем и проповедником веры. Одни будут называть его совестью Англии, другие. Пренебрежительно. Моралистом. Он и был моралистом, но, как сейчас чаще всего прибавляют, великим. Пока же все это было впереди. Льюис вернулся к вере. Но попытки Толкина привести его в римскую церковь кончились ничем. Льюис стал протестантом. Каковым, кстати, являлся и Дайсон, и вернулся в церковь своих родителей, официальную церковь Англии. Толкин воспринял это обстоятельство с печалью и определенным разочарованием. Но дружбе их это тогда вовсе не мешало, хотя вызывало немало споров. В своем дневнике Толкин писал, дружба с Льюисом искупает многое и, помимо радости и утешения, приносит мне большую пользу от общения с человеком порядочным, отважным, умным ученым, поэтом и философом, и к тому же теперь, после длительного паломничества, наконец-то любящим Господа нашего. Толкин и Льюис. Иногда в обществе брата последнего Уоррона, проводили немало времени вместе. Они вместе гуляли по понедельникам, изредка выезжали за город, посещали театр. И вели беседы о вере, философии, литературе. Конечно, читали произведения друг друга, как научные, так и иные. Все в том же 1931 год. Друзья стали посещать литературный кружок студентов и преподавателей Оксфорда, носивший название Инклинги. По-английски Инклин, намек, Название шутливо намекало и на слово Инг Чернива, и на древнескандинавскую династию Инглингов. Ряд членов кружка, в том числе Толкин с Льюисом, увлекались северной мифологией и литературой. Когда основатель кружка студент РТ Лина окончил университет, прежний клуб распался. Однако появился новый с тем же названием, которое сначала. Да и затем, в общем-то совсем не всерьез присвоили Толкин и Льюис. По всей видимости, произошло это около 1933 года. Известно, что Толкин читал Инклингом писавшиеся тогда главы из «Хоббита». Кроме того, именно к этому времени перестали собираться углегрызы, досконально проштудировав саговую литературу и тем исчерпав свое предназначение. Впрочем, никакого формального учреждения новые инклинги не производили, и период формирования кружка продолжался примерно до 1938 года. Когда встречи стали действительно регулярными, инклинги собирались еженедельно в апартаментах Льюиса, читали отрывки из своих сочинений и обсуждали их. Обстановку обсуждений передают отдельные воспоминания, а также роман Толкина Ноушен Club Papers», сами инклинги никаких протоколов не вели. Дискуссии были действительно дружескими и при том самыми откровенными. Так что, как бывает между не скрывающими чувств друзьями, могло доходить даже до нецензурной брани. Так Дайсон бронился по поводу властелина колец и толкиновских эльфов, доведя клуб до необходимости то ли прекратить толкиновское чтение, то ли лишить Дайсона слова если же считать Notion Club действительно точной калькой синклингов, а Толкин изначально так и задумывал его, то надо признать, что в особо острые моменты могло дойти до повреждения мебели. Ядро кружка составили Льюис, Толкин и Дайсон. Это определило его не просто как клуб по интересам, но как сообщество единомышленников, не только в литературе, но и в мировоззрении. Льюис и позднее в переписке с Толкином определял как своих, с одной стороны, приверженцев мифопоэтического творчества, а с другой и в первую очередь, христиан. Четвертым из важнейших членов кружка в первый период его существования был Оуэн Барфилд, старый друг Льюиса. Толкин, подобно другу, высоко ставил Барфилда как создателя волшебных историй еще выше как их теоретика. Идеи Барфилда об отсутствии разницы между абстрактным и реальным в мифотворческую эпоху повлияли на Толкина, не исключавшего, что древнейшая история при ближайшем рассмотрении до неотличимости развернется в миф. Однако Барфилд в 30-х годов, лондонский адвокат на заседаниях бывал редко, а кроме того, заметно отличался от большинства своими взглядами. Он был антропософом. Ильюис и тем более Толкин весьма скептично относились к скрещиванию теории Штайнера с христианством и с Барфилдом спорили. Кроме этой четверки, в более или менее постоянное ядро кружка входили майору Льюис, пробовавший себя как историк-популяризатор, и врач и Хавард, лечивший Льюиса и семью Толкин. Но кроме перечисленных, кружок со своими произведениями или просто как слушатели посещали многие другие люди. Например, дважды читал Инклингом свои тексты, приглашенные ими писатели. Эдисон. Кто-то оставался постоянным членом, как остался сдружившийся с Льюисом Че. Уильямс, о котором речь впереди. В последние годы существования кружка, уже после войны, к нему на постоянной основе присоединился кое-кто из оксфордской молодежи сын и добровольный помощник толкина кристофер бывший студент толкина ильюис р л грин значение кружка для творчества толкина и Льюиса несомненно и сами они признавали важность этого дружеского общения толкин читал здесь главы своих книг сначала хоббита потом властелина колец в обсуждениях иногда рождались новые идеи хотя толкин критику не любил Важнее была поддержка тех, кто оказывался на его стороне. Она подталкивала продолжить и закончить начатое. Для Льюиса же период с 1938 по 1953 год. Пока Толкин как раз и работал над романом, стал наиболее плодотворным. Выходят в свет романы, Повести, притчи, эссе и богословские трактаты. Среди его произведений этих лет неизменно представлявшихся на суд инклингов, ставшие бестселлерами повести притчи письма Баламута и расторжения брака, космическая трилогия, сочетающая черты научной фантастики, притчи и мифа. За появление последней Толкин отчасти несет ответственность. По его собственным воспоминаниям, Льюис как-то сказал, «Знаешь, в литературе слишком мало такого, что нам действительно нравится». Боюсь, стоит попытаться написать что-нибудь самим. Толкин согласился, они заключили нечто вроде пари, и сели за написание фантастических романов. Льюис должен был написать про путешествие в космос, Толкин – про путешествие во времени. Льюис Пари выиграл, в 1938 году. Вышел первый роман его космической трилогии «За пределы безмолвной планеты», он читался инклингом, а вышел в свет. Надо заметить, при активнейшей поддержке Толкина. Что касается самого Толкина, то он свой роман Забытая дорога быстро забросил, но его сюжет влился в предысторию Властелина Колец. Кстати, именно в Забытой дороге впервые описывается Толкиновская Атлантида Нуменор. А первым, кто предал это название, огласке, со ссылкой на еще не опубликованные сочинения Толкина был Льюис, в последнем романе космической трилогии «Мерзейшая мощь», вышедшем в 1945 году. В итоге, как писал Толкин, мы обеспечили друг друга историями, слушатели читать которые нам действительно нравилось. В 1939 году к Инклингам присоединился писатель и богослов мистик Чарльз Уильямс. Он родился 20 сентября 1886 года в Лондоне и воспитан был в благочестивом англиканском духе. Лондонский университет, куда он поступил на медицинский факультет, Уильямс не окончил из-за недостатка средств. Работал он сначала в методистском книжном магазине, а затем корректором в лондонском филиале Оксфордского университетского издательства. Последнее неожиданно оказалось стартом для его карьеры на интеллектуальном поприще. Уильямс расширил свои гуманитарные познания, в основном на увлекавшем его поле английской литературы и богословия, а после женитьбы в 1922 году. И рождение сына стал зарабатывать публичными лекциями. С корректорской работы он перешел на редакторскую, а вскоре стал публиковать собственные стихи. Начиная с 1930 -го года выходит условный цикл из семи мистических романов триллера сюжеты которых строятся на столкновении нашего обыденного мира с непознанным. Потустороннее у Уильямса изначально божественно по природе, не зло по своей сути, но во взаимодействии с людьми может становиться демоническим и почти всегда опасно. Этот подход, лишь отчасти перекликавшийся с воззрениями Льюиса и Толкина, был обязан, несомненно, неоднозначностям духовных поисков Уильямса. Он всегда увлекался спиритуалистическими феноменами и нетрадиционной, на грани гностицизма, теологией. В 1917 году он получил формальное посвящение в одном из ответвлений распавшегося к тому времени герметического ордена «Золотая заря». Практически в деятельности уже не существовавшего ордена Уильямс никакого участия не принимал, однако интерес к оккультным опытам сохранил и в 30-х годах и интерес этот проявляется в ряде его романов. Уильямс писал трактаты по мистическому богословию, вполне в духе английского протестантизма, и в то же время труды по истории магии. Автором он был чрезвычайно плодовитым. Среди его произведений, помимо мистических триллеров и теологических трактатов, стихи и поэмы на историко-мистические сюжеты, в том числе цикл, посвященный Артуровской Британии, а также пьесы и многочисленные статьи. Сотрудничество Уильямса с инклингами длилось недолго, он умер 15 мая 1945 года. Но след в истории кружка он оставил глубокий и не вполне однозначный. Льюис быстро сблизился с Уильямсом и отзывался о нем с восторгом. Хотя он и признавал вслед за Толкином, что с Уильямсом подчас трудно спорить, а спорить есть о чем, в целом характер и талант этого человека восхищали Льюиса после того, как Уильямс, уже главный редактор лондонского отделения Оксфордского издательства, перебрался в Оксфорд, Льюис старался не пропускать его лекций по истории литературы. Особенно высоко оценивал он действительно популярный цикл о творчестве Мильтона, туда он ходил вместе с Толкином. В целом Льюис вполне искренне считал, что Уильямс подобен ангелу, а после смерти относился к нему почти как к святому. Отношение Толкина было совершенно другим, и восторги Льюиса только укрепляли это отличие. Возможно, Толкин где-то ревновал друга, но более важным было то, что влияние Уильямса он отнюдь не считал благотворным, а увлечение Льюиса полагал скороспелым и странным. Лично Уильямс был Толкину симпатичен, они немало общались, в том числе и на важные для Толкина темы, богословские и философские иногда сходились во мнениях. У Уильямса было хорошее чувство юмора. Они с Толкином могли свободно шутить и друг с другом, и друг над другом. Уильямсу нравился «Властелин колец», и он правильно понимал идеи, заложенные Толкином в книге, задолго до ее завершения. Но литературное творчество Уильямса и его мировоззрение Толкина настораживали, а иногда скорее пугали. Со временем, когда Толкин получил возможность переосмыслить свое знакомство с ним и воздействие Уильямса на Льюиса, оценки становились все жестче. Я хорошо знал Чарльза Уильямса в его последние годы. Писал Толкин в 1955 году. Но я не думаю, что мы хоть сколько-то повлияли друг на друга. Слишком устоявшиеся и слишком по-разному. Мы оба слушали фрагменты трудов друг друга, читаемые вслух. Потому что к Л. Дивный человек, казалось, способен радоваться нам обоим. Но думаю, каждый из нас нашел ум другого. Или скорее способ самовыражения, темперамент столь же непроницаемым в том, что касалось литературы, сколь восхитительным мы находили личное общение друг с другом после смерти Льюиса в 1963 году. И в письме, адресованном сыну, Толкин высказывался уже прямолинейнее. Мы были разлучены сначала внезапным явлением Чарльза Уильямса. Льюис встретился с Уильямсом в 1939 году, а умер Уильямс в начале 1945. -го. Космическая трилогия, которую приписывают влиянию Уильямса была в основе своей чужда природе его воображения. Она планировалась за годы до того. Влияние Уильямса в действительности проявилось только с его смертью, в мерзейшей мощи, оканчивающей трилогию, что, сколь бы хорош ни был роман сам по себе, думаю, испортило ее. Определение о том же в другом письме. 1964 год. Я человек ограниченных симпатий но хорошо знаю об этом, и че. Уильямс находится почти совершенно вне их. Я довольно близко контактировал с ним с конца 1939 год. До его смерти, честно говоря, был чем-то вроде повивальной бабки при родах кануна Дня Всех Святых, читавшегося нам вслух по мере сочинения, но очень значительные изменения были внесены в текст, думаю, главным образом благодаря КСЛ и меня весьма радовало его общество. Но мы наши оставались порознь. Мне активно не нравилась его артуровско-византийская мифология. И я по-прежнему думаю, что она испортила трилогию КСЛ. Очень впечатлительного, слишком впечатлительного человека, в последней части. Наконец, еще через год, в 1965-м, Толкин подводит своеобразный итог мне был и остается совершенно несимпатичен образ мысли Уильямса. Я знал Чарльза Уильямса только как друга. Л. Мы нравились друг другу и радовались общению. Большей частью шутливому, но нам нечего было сказать друг другу на более глубоком или более высоком уровне. Я сомневаюсь, читал ли он что-либо из вышедшего к тому времени моего я читал или слушал добрую долю его работ, но нашел их совершенно чуждыми, а иногда вполне отвратительными, по случаю уже смехотворными. Это бесспорная правда, если брать вещи в целом, но немало не является критикой Уильямса. Скорее это выражение моих собственных пределов симпатии. И конечно, в таком большом ряду работ находились строки, пассажи, сцены и мысли, которые я находил поразительными я остался совершенно не тронут. Льюиса сбила с толку. Более приватно. Толкин к концу жизни именовал Уильямса ведьмовским доктором, чернокнижником. Правда и было то, что если не явление Уильямса, то его проявившееся в последний год жизни влияние на Льюиса стало первой причиной к некоторому охлаждению между ним и Толкином. Толкину резко не понравилась мерзейшая мощь, а еще меньше, первое вышедшее в 1950 году. Сказка из знаменитого ныне цикла хроники Нарнии ⁇ Лев, колдунья и плотяной шкаф ⁇ Это новое творение Льюиса, по мнению Толкина, совершенно не соответствовало его теориям сотворчества и вторичной веры, которые Льюис вроде бы разделял до Селя. Слишком пестрый, сплетенный из разных существующих мифологий мир, слишком явное обращение к маленькому читателю. В Книга не на вырост. Слишком же очевидный христианский аллегоризм. Льюис едва не перелагал для детей сказочным языком Евангелие. В общем, о Льве, колдунье и платяном шкафе Толкин отозвался где-то даже пренебрежительно, чем Льюиса задел. Льюис как раз считал, что нашел тот язык, которым сможет сказать то, что нужно и как нужно. А охлаждение не замедлило сказаться и на личных отношениях. В начале 1950-х годов. Льюис уже чувствовал, что друг избегает общения, даже редко посещает собрание инклингов. Он попытался выяснить причины ук Толкина, но даже тот не сумел объяснить поведение отца. Дело было не столько в какой-то ревности, будь то к усопшему Уильямсу или к настигшей Льюиса литературной славе. Толкин, скорее всего, просто колебался, можно ли продолжать видеть в Льюисе, который стал для него в предшествующие годы почти вторым я единомышленника. Ик вновь на время сблизила публикация «Властелина колец». Льюис столь же поддержал трилогию, прежде всего восторженными отзывами как Толкин некогда в меру своих сил, за пределы безмолвной планеты или посвященные ему письма Баламута. Пожалуй, даже слишком рьяно, многие ополчились на автора именно из-за пламенных дифирамбов Льюиса. Но вслед за этим сближением пришло расставание. Академичный, несколько чопорный университет более чем прохладно относился к писательской известности Льюиса тем более, что он был и пылким проповедником, и не боялся полемизировать. Публично и не всегда успешно, с коллегами иных убеждений. Толкин, при всем своем действительном влиянии, Льюиса далеко не всегда мог поддержать. Отчаявшись получить в Оксфорде должность профессора, Льюис в 1954 году перебрался в Кембридж. Здесь профессорскую кафедру ему дали, Через год он был избран в Британскую академию. Разлука с Оксфордом, которому было отдано 35 лет жизни, однако стала для Льюиса драмой. И драмой для кружка Инклингов, который уже начал приходить в упадок, а теперь окончательно лишился центра притяжения и распался. Столь дорогое для Льюиса творческое общение прерывалось. Но не всем дружеским связям, конечно, пришел конец. Дружба с Толкином в эти годы оживает вновь. Хотя Толкин по-прежнему критично относился к хроникам Нарнии. Льюис закончил цикл седьмой сказкой в 1956 году. Ставшим самым известным творением Льюиса, он интенсивно переписывался с ним, время от времени встречался. Происходили иногда и встречи в более широком кругу с участием других инклингов но в марте 1957 год. Дружбе Льюиса и Толкина был нанесен еще один, по позднейшим признаниям Толкина, фатальный удар. Льюис женился. Он обвенчался с тяжело заболевшей Джой Дэвид Мэн, его почитательницей из США, которая полюбила его заочно и приехала в Англию специально ради встречи с ним. Толкина сердила не столько то, что Джой была разведенной и имела детей от первого брака, хотя как католик, он не считал это правильным, но новобрачные были англиканами. К тому же Джой стала христианкой совсем недавно, собственно, под влиянием книг Льюиса. Толкина неприятно поразила внезапность и случайность этого бракосочетания. Вся история казалась ему, как и многим в окружении Льюиса, странной. Но главной обидой было то, что друг ни намеком не сообщил ему о своем решении и узнал о случившемся Толкин лишь постфактум. Переписка и встречи вполне товарищеские между друзьями продолжались, но прежней теплоты во взаимоотношениях. По крайней мере, со стороны Толкина уже не было. Льюис прожил с женой три года, и они любили друг друга. В 1960 году Джой умерла. Льюис пережил ее еще на три года и умер 22 ноября 1963 года. Несколько дней не дожив до 65-летия. Для Толкина известие о его смерти стало тяжелым ударом. Он писал дочери. До сих пор я испытывал нормальные ощущения мужчины моего возраста, подобно старому дереву, теряющему свои листья один за другим. Это же как будто удар топором под корень. Очень печально, что мы столь отдалились в последние годы. Но время близкого общения между нами мы оба хранили в памяти. Некролог Льюиса Толкин писать отказался. Дружба с Льюисом была исключительно важна в жизни Толкина, была она исключительно важна и для его творческой судьбы. Гораздо значительнее, чем общение со всеми остальными инклингами влияние со стороны Барфилда или тем более Уильямса, которые иногда находят, ограничивается частными совпадениями во мнениях. Влияние Льюиса тоже весьма условно, как увидим, однако Толкин действительно обсудил с ним практически все написанное до начала 50-х и хотя бы пытался внимательно прислушаться к его мнению. Некоторые эпизоды известны. Так, в начале 30-х годов, Льюис по просьбе Толкина написал разбор поэмы о Берине Ле Алейтен. Комментарий этот, сам по себе художественное произведение, причем шутливого, где-то пародийного склада. Льюис построил его в форме академического анализа от имени вымышленных ученых, считающих неудачные строки поздними вставками и искажениями блестящие средневековые поэмы. Толкин принял замечания в единичных случаях, в основном же проигнорировал. Льюис высказывал немало замечаний по властелину колец, на которые Толкин реагировал в основном так же. Однако именно по совету Льюиса он отрезал от романа эпилог, показавшийся другу слишком сусальным. Влияние Толкина на творчество Льюиса более отчетливо. Но минор из мерзейшей мощи, пример наиболее явный, но далеко не единственный сами Льюис и Толкин не слишком любили разговоры о взаимных влияниях. Что до чего угодно влияние на Толкина, писал Льюис в 1957 году, то вы с тем же успехом можете, перефразируя Белого Короля, попытаться повлиять на Бранда Шмыга. Образ понравился, и в 1959 году. Льюис повторяет его в письме другому адресату. Никто никогда не мог повлиять на Толкина, вы могли бы с тем же успехом пытаться влиять на Бранда Шмыга. Мы слушали его работу, но могли воздействовать на нее, только вдохновляя. У него только две реакции на критику. Или он начинает всю работу заново сначала, или вовсе не обращает внимания. Не думаю, что Толкин повлиял на меня, и я с очевидностью не влиял на него. То есть на то, что он писал. Мое непрерывное ободрение влияло на него, побуждая, собственно, писать, с той же серьезностью, в том же размере. Схожесть между его и моими работами связана, я думаю, а с природой, темпераментом, б с общими источниками. Мы оба погрязли в нормандской мифологии, волшебных сказках, макдональда Гомерия, биовульфе и средневековом романе. Также, конечно, мы оба христиане, такую общую оценку давал Льюис уже в последний год жизни значению их творческих связей. При этом он от них не отрицал сознательных и подсознательных частных влияний толкиновских образов на космическую трилогию и даже в хрониках Нарнии. Властелина колец Льюис всегда считал блестящим произведением и достойным подражания образцом, ставя, пожалуй, выше собственных работ. Оценки Толкином творчества Льюиса, как мы уже видели, были сдержаннее. Толкин к тому же при некоторой склонности к самоуничижению от скромности и избыточной никогда особо не страдал, и потому прямо соглашался видеть свое влияние у Льюиса там, где оно не скрывалось. Толкин по-разному относился к разным текстам Льюиса. Он высоко ставил космическую трилогию, во всяком случае, первые два романа. В главном герое Рэмсами Толкин узнавал некоторые свои мнения и идеи Льюиса фицированными. В то же время в Notion Club Papers Толкин устами своих персонажей сурово критикует Льюиса за использование научно-фантастических элементов. Уважение и интерес вызывали у Толкина ранее притчи Льюиса, читанные прежде выхода в свет, письма Баламута, расторжение брака, возвращение Пилигрима. Однако печально, что Нарния на и вся эта часть работ к Л. останется вне поля моей симпатии, как многое из моих работ не вызывало симпатии у него. В последнем Толкин, скорее всего, ошибался, принимая дружескую критику за неприятие, но относительно себя, конечно, говорил правду. Он прохладно воспринимал богословствование и проповедничество Льюиса, в немалой степени из-за его протестантизма. Что касается влияний, то по этому поводу Толкин, исчерпывающий вполне справедливо высказался в уже цитировавшемся письме 1965 год. Кс. Юис, один из всего трех людей, которые досели прочли всю или существенную часть моей мифологии первой и второй эпох, уже сконструированные в главных чертах на момент нашей встречи. Особенностью было то, что ему нравилось, когда читали ему все, что он знал о моем материале, удержалось в его объемной, но не непогрешимой памяти от моего чтения ему один на один. Его написание нуменор — ошибка слуха. Льюис не принимал участие в исследовании номинора. «ну Льюис был, думаю, впечатлен Сильмариллионом и всем таким, с очевидностью сохранив у меня некие туманные припоминания о нем и об употреблявшихся там именах. К примеру, поскольку он слушал текст прежде сочинения или даже мысли о за пределы безмолвной планеты, предполагаю, что Эльдил является эхом Ильдар в Переландре Тор и Тенедриль Эха с очевидностью, поскольку Туор и Идриль, родители Эрендила, главные персонажи падения Гондолина, написанного раньше всех легенд первой эпохи. Но собственная мифология Льюиса, зарождающаяся и никогда вполне нереализованная, отличалась совершенно. Она в любом случае разбилась в дребезги прежде, чем обрела связность, благодаря контакту с Че, с Уильямсом и его артурианскими поделками, что случилось между Переландрой и Мерзейшей Мощью. Жалко, я думаю. Льюис был очень впечатлительным человеком, чему содействовали его великая щедрость и способность к дружбе. Неоплатный долг, которым я обязан ему, не во влиянии, как обычно его понимают, а в настойчивом ободрении. Долгое время он был моей единственной аудиторией. Я всегда пестовал идею, что мои безделки могут быть больше, чем приватным хобби. Но если бы не его интерес и непрестанная жажда большего, я никогда не довел бы властелина колец до завершения. Брак. Жизнь Толкина вне дома, как видим, была более чем насыщенной, и может сложиться ощущение, что дом занимал в ней немного места. Однако это не совсем так, дом был, и был для Толкина всегда, пусть по-разному в разные годы, важен. И была верная спутница всей его жизни мать его детей, Эдит. Когда Толкин в 1919 году стал работать в Оксфорде внештатным преподавателем, это дало им возможность немного развернуться в материальном смысле. Чита впервые сняла свой собственный дом на Альфред Стрит в Оксфорде и наняла прислугу. В дом перевезли давно заброшенное на склад фортепиано, и Эдит смогла вернуться к музицированию хотя о карьере учительницы уже не помышляла. В общем, дом в фигуральном смысле стал домом настоящим. Он остался таким и по переезде в лиц. Идит смогла переехать не сразу, она снова была беременна. 22 октября 1920 года. Она родила второго сына. Его назвали Майкл Хиллари Руэлл. В эту пору Толкину приходилось видеться с семьей только по выходным только через несколько месяцев Эдит с сыновьями переехала в Лиц. Дом здесь найти удалось не сразу, однако в конце концов Толкин снял коттедж на Сент-Маркс-Террас, недалеко от университета. Дом был не слишком притязателен на вид, но Эдит здесь нравилось больше, чем в аристократичном Оксфорде. В 1924 году, став профессором, Толкин смог купить собственный дом. Он располагался на окраине города в Вест парке, подальше от фабричных труб, почти на природе. Кроме того, он был гораздо больше и приятнее на вид предыдущего. 21 ноября 1924 года у Толкинов родился третий сын, Кристофер Джон Ройл. В своем дневнике Толкин вскоре записал: Теперь я бы ни за что не смог обходиться без дорог Божиих. Однако лиц вскоре пришлось покинуть и возвращаться в Оксфорд. Идит здесь было менее уютно, но для Толкина это был и остался его город. Они поселились на севере города, в доме номер 20 по Нортмур-роуд. Толкин купил недавно построенный дом, не очень большой. Семье было тесновато но и найти что-то более достойное на тот момент в населенном университетском городе оказалось трудновато даже при наличии средств. Жили они действительно вполне обеспеченно, приходящая горничная почти освободила Эдит от непосредственных забот по хозяйству, не совсем к ее удовольствию. 18 июня 1929 года. Эдит родила четвертого и последнего ребенка. Это была дочка о чем она давно мечтала. Девочку назвали приз Цейлой Мэри Ройл. После ее рождения новый переезд определенно назрел, и случай немедленно представился. Появилась возможность купить соседний, гораздо больший дом по Нортмур Роуд 2. В начале 1930 год. Толкины перебрались сюда и прожили здесь 17 лет. Именно здесь подросли дети. Именно здесь Толкин создал Хоббита, и властелина колец, и лучшие свои научные работы. Впрочем, завершал работу над романом Толкин уже в новом жилье. Дети выросли и стали отселяться. К 1947 году. С родителями оставались Кристофер и Присцилла. Большой и довольно дорогостоящий дом стал обузой. Вскоре после устройства на работу в Мертоне Толкин запросил себе новый дом от колледжа. А тем временем снял в центре города, на Мэннер-Роуд, небольшой коттедж. Однако дом ни снаружи, ни внутри никого в семье не устроил, он действительно был очень мал, так что Толкины с удовольствием переехали в 1950 году. В дом неподалеку, на Холлиуэлл-стрит, вновь довольно просторный. При том, что к этому времени с родителями оставалось уже только Присцилла, учившаяся в университете однако и это жилье быстро перестало устраивать. Идит было уже за 60, а в доме было очень много лестниц. К тому же Холлиуэлл Стрит оказалась настоящей магистралью, по крайней мере, на вкус Толкина, машины под окнами были просто невыносимы. Они и правда курсировали и днем, и ночью. Когда уехала из Оксфорда Пресцилла супруги вновь решили переехать и поселились в пригороде Хёдингтон, в небольшом уютном доме. 10. Карпентер, которого Толкин здесь принимал, описывает типичный дом престарелой супружеской четы, принадлежащий к среднему классу. У. 10. Один, продолжает он, необдуманно назвал этот дом кошмарным, его замечания потом цитировали в газетах. Но, это чепуха обыкновенный пригородный коттедж. В этом доме, действительно не понаслышке известным многим поклонникам Властелина колец того времени, Толкины прожили еще 15 лет. Последний их переезд был в первую очередь связан со здоровьем и возрастом Эдит. Толкин уже вышел на пенсию, и жить в Оксфорде прямой необходимости не было. Эдит между тем страдала от артриты и не могла как прежде управляться с домом, она с годами все меньше полагалась на прислугу, а теперь и Толкин помогать ей уже не мог. Собственно, на переезд в городок Борнмут. Место, где пожилые англичане среднего достатка могут с удобствами скоротать остаток своих дней в обществе людей своего возраста и социального положения, Толкин пошел именно ради Эдит. Самому ему было лучше в Оксфорде, и позже он вернулся сюда. В Борнмуте они жили в небольшом, но благоустроенном доме с хорошо оборудованной кухней и центральным отоплением. Дом располагался рядом с отелем Мирамар, где Эдит еще до того любила отдыхать и нашла приятный для себя круг общения. 29 ноября 1971 года. В Борнмуте Эдит умерла от холецистита. Толкин был сражен в самое сердце. Смерть Льюиса была ударом топора под корень, но теперь было стократ крат тяжелее. В январе 1972 год. Он писал Майклу, вспоминая, как встретил Лутиэнтину Вейль моего личного романа с ее длинными темными волосами, прекрасным ликом, звездными очами и красивым голосом. И в 1934. -м, когда умер отец Фрэнсис Морган, она по-прежнему была со мной, и ее прекрасные дети но теперь она ушла перед Берином, оставив его поистине одноруким, а он не имеет сил тронуть непреклонного Мандоса, и нет никакой Доргирт и Куинар, страны живущих мертвых, в падшем королевстве Арды, где поклоняются слугам Моргота. Чуть позже в письме Кристоферу Толкин повторил. Она была моей Лутеен, И знала это. В те дни ее волосы были цвета вороного крыла, ее глаза ярче, чем ты их видел, она могла петь, и танцевать. Но история пошла в кривь, остался я, и я не могу умолить непреклонного Мандоса. Итак, брак Толкинов представлялся более чем счастливым, и в этом не сомневалось большинство окружающих. Однако даже абсолютно лояльный официальный биограф Карпентер посвящает немало страниц описанию не просто рядовых проблем, но кризиса в этом браке. И рисуемая им картина, если не остро драматична, то весьма печальна. По мере углубления Толкина в университетскую жизнь между супругами нарастало отчуждение. Эдит из-за недостаточной образованности и застенчивости не смогла вписаться в оксфордское общество, была совершенно чужда научных студий мужа, а он и не стремился к этому. Ее собственные мечты об учительской или музыкальной карьере остались в прошлом и она сосредоточилась на доме, что в принципе устраивало Толкина как человека своего времени. Последствия он, видимо, не вполне понимал, а они были очевидны в том, чем он действительно жил, и Дит никакого участия теперь не принимала и принять не могла. Притом она, естественно, ревновала мужа к его кругу общения, особенно к близким друзьям, с которыми он делился тем, что было непонятно ей, но более чем важно для него с друзьями, коллегами и учениками, помимо всего, он проводил гораздо больше свободного времени, чем с женой. Появление четверых детей при ограниченных доходах только добавляло массу бытовых проблем, которые ложились преимущественно на Эдит. Это при том, что хозяйство она, в принципе, вести не умела и требовала от членов семьи и прислуги подчас больше возможного. Последние беременности ее уже не радовали, и только рождение дочери, о которой она мечтала, вознаградило эту душевную тяжесть. Но самой фундаментальной, наверное, и едва ли не фатальной проблемой было то, что супруги так и не стали единомышленниками. Жесткая католическая вера Толкина постоянно приводила к спорам и конфликтам. Он добивался от жены и детей строгого следования канонам и прежде всего регулярных исповедей, которые Едит, выросшую в протестантизме, раздражали сами по себе. Только после не первой бурной вспышки гнева Едит в 1940 году. Произошло настоящее примирение, она хотя бы внешне согласилась стать, и стала ревностной католичкой. Толкин, надо отметить, скандалов отнюдь не избегал, более того, считал принципиально, что скандалы лучше недоговоренности и лицемерных уступок. Пик кризиса пришелся как раз на 1930-е годы. Когда супруги оказались в роли действительно многодетных родителей. Уже в 1931 году. Они ночевали в разных спальнях. Толкину, стоит помнить, не было еще 40, и вообще существовали почти автономно друг от друга. Даже в более поздние, лучшие годы их брака эта автономность могла бросаться в глаза, скажем, муж и жена в одно и то же время могли говорить с одним и тем же гостем о совершенно разных вещах. Тогда, впрочем, это воспринималось скорее как милое стариковское чудачество, каковых у Толкина было немало, в том числе менее милых. В конечном счете супругов сближали в основном дети. Самый несомненный и незаменимый дар, принесенный Эдит мужу. Но пока дети росли, они сами по себе могли оказываться яблоком раздора, а их воспитание, особенно религиозное, превращаться в поле боя родителей. Надо отметить, что Толкин активнейшим образом занимался детьми и отнюдь не считал их воспитание прерогативой супруги. Можно с уверенностью сказать, что они были ему ближе, чем она. И по меньшей мере одного из сыновей, Кристофера, он вырастил помощником и соратником, обретя наконец то, чего до той поры в собственном доме не имел. Впрочем, говоря о причинах того, что брак Толкинов выстоял, следует помнить и об еще одном обстоятельстве: Толкин действительно был почти фанатичным католиком, и развод для него был совершенно неприемлем за гранью возможных постановок вопроса. Обширное письмо 1941 год. Сыну Майклу, где Толкин очень полно раскрывает свои взгляды на любовь и брак, выдержано скорее в трагических тонах. Мужчине-христианину бежать некуда. Это при том, что почти все браки, даже счастливые, ошибки. В том смысле, что почти с очевидностью в более совершенном мире или даже при чуть большей внимательности в этом очень несовершенном, оба партнера могли бы найти более подходящих супругов. Только редчайшая добрая удача сводит вместе мужчину и женщину, которые действительно как бы предназначены друг для друга и способны к поистине большой и блистательной любви. Поведав вполне светло под конец письма историю собственных отношений с Эдит. До брака, Толкин неожиданно заключает, Однако, тем, что подлинная любовь обретается в святом причастии величайший предмет для любви на Земле. Впрочем, семейная жизнь Толкинов обостряется в драму еще и взглядом из нашего времени. Считая Карпентера, например, стоит держать в уме, что для современного интеллектуала на Западе брак с коллегой почти норма. Недаром Карпентер называет редких университетских жом которые в те годы были коллегами своих мужей и помогали им в работе, отдельные счастливицы. Жена самого Карпентера, Мэри Причард, стоит отметить, была его коллегой и иногда соавтором. Брак же Толкинов разделил общую драму целой эпохи. Невозможность или крайняя трудность действительно общей жизни супругов в викторианской и поствикторианской Британии. И не только там, объяснялось просто. В средневековом деревенском обществе супруги априори принадлежали к одному общественному слою и выполняли одну и ту же социальную функцию, пусть и в разных ее аспектах. Если муж пахал, то жена жала. Муж защищал владение. Жена управляла им для него и вместе с ним. Для служащего, буржуа, интеллектуала. Да и для городского рабочего, наступившего нового времени, подобное, более чем просто совместная жизнь уже становилась невероятной. Женщина в промышленном городе лишилась своей социальной функции, у нее осталось только более. В бедных семьях или менее. В среднем и высшем классе значимая хозяйственная функция внутри дома. Последняя, в свою очередь, как правило, почти ничуть не занимала погруженных в работу мужей. В те времена, справедливо отмечает Карпентер, в нормальных обстоятельствах не могло быть и речи о том, чтобы женщина из среднего класса, выйдя замуж, продолжала работать. Поступить так означало показать всему свету, что ее муж не в состоянии содержать семью. Парадоксально, но эмансипация 20 сделала хотя бы вероятным возврат к ситуации, при которой муж и жена, как одна плоть, могут быть соработниками, помощниками и соратниками друг друга во всем. Сам Толкин понимал, как минимум интуитивно, отличие традиционного брака от современного ему. Примечательно, пишет он в том же письме Майклу, что счастливые браки более обычны там, где выбор молодых людей даже более ограничен родительской или семейной властью, пока существует социальная этика совершенно неромантической ответственности и супружеской верности. Едва ли Толкин имел в виду обычный для викторианской эпохи буржуазный брак, кажется, расчет сам по себе его никогда не вдохновлял. В любом случае говорил он в этом месте именно о традиционном обществе, о прошлом и о других странах. Однако и грешил он не столько на изменение общественных условий, сколько на романтическую традицию западных литературы и искусства, взгляд настоящего филолога. Потому он и искал идеал не в будущем, а в прошлом. Эмансипация же. Стоит помнить, что для большинства образованных британцев его поколения она ассоциировалась с революционным буйством суфражисток, скорее раздражала его. В другом месте того же письма он с иронией отзывается об экономически независимых женщинах. Обычно на самом деле подразумевается экономическое подчинение мужчинам-работодателям вместо отца или семьи. Понятно, что Эдит не могла разделить его научных занятий. Толкин на это и не рассчитывал, да и не хотел. Беда, однако, была в том, что и выходивший все более для него на первый план тайный порог создания мифологии оказался ей чужд. А между тем здесь Толкину была нужна поддержка, было нужно вдохновение, даже какое-то сотворчество близкого человека. Первый из забытых сказаний а именно домик забытой забавы и падения Гондолина в 1917 году. Недаром переписывали сидит. Почему это прервалось, более или менее понятно. Легендариум оказался слишком сложен и серьезен, не более понятен, чем ученые труды мужа. И при этом польза титанической работы по его созданию и бесконечным переделкам была совершенно не из нас все более важной в растущей семье житейской точки зрения чтобы понять и принять все это, тем более продолжать вдохновлять и сотрудничать, требовалось быть не менее творческим и образованным человеком, чем сам Толкин. Только обращение к относительно нормальной литературе, начиная с хоббита, вновь позволило Толкину искать у жены сопричастности и одобрения своих работ, но в начале 30-х годов. До этого было далеко, а потом вырос Кристофер и все же она была моей Лутиен и знала это. И это вводит нас из реальной жизни с ее бытовыми сложностями в мир легендариума. Сколько бы ни возражал Толкин против поиска отражений биографических фактов в своих текстах, но, по меньшей мере, его воззрения на женщин, на любовь и брак отразились в них щедро. Когда один из критиков «Властелина колец» упрекнул автора в том, что в его мире нет женщин, Толкин только отмахнулся. Это не тот вопрос, да и в любом случае неправда. Однако несправедливый критик в данном случае, как думается, уловил нечто действительно существенное. Женщин почти нет в мире героев романа. Все центральные персонажи холосты либо вдовцы. Отношения с женщинами. Уложенные в одну-две сцены, почти всех женящихся героев женитьбы и завершаются. Собственно, помимо браков, заключаемых под занавес некоторыми героями, на протяжении чрезвычайно населенного романа показано только пять супружеских пар, и все эпизодически. Это Саквиль Бэггинсы, отрицательный образ Мэгготы Катоны. По одной сцене Бомбадил с Золотинкой, Забредшие в роман из написанного Толкином ранее для детей стишка и Келеборн с Голодриэлью только в самом раннем творчестве Толкина можно найти изображение идеальных браков героев первопредков с эльфийскими принцессами, от которых происходят в итоговой его мифологии династии полуэльфов. Это касается и брака Тенувиэля, Утиэн и Берина в книге забытых сказаний. Сказка о Тенувиэле и Ноуглафринг, и брака Идрили Туора в падении Гондолина. Во всех позднейших версиях мифологии, собственно, супружество героев уже не показывается. Конечно, тому есть формальное оправдание, последние сказания о первой эпохе, где и должна была об этом идти речь, даже вкратце не переписывались Толкином после 1930 -го года. А подробно, как раз со времен забытых сказаний. Но трудно отделаться от ощущения, что здесь меняются местами следствия и одна из причин брак новый Лутиен третьей эпохи, Арвин, с Сарагорным тоже не показан вблизи, оставаясь за кадром Властелина колец, кроме сцены предсмертного прощания супругов в приложениях. А ведь Эдит была для Толкина его Лутиен. Здесь стоит окинуть взором женские образы у Толкина вообще. Одна особенность их бросается в глаза. Почти все сколько-нибудь подробно показанные Толкином женщины активны, энергично, склонны вести за собой мужчин или даже отодвигать их в тень. Они нередко присваивают мужские социальные роли. Правительниц, глав семьи даже воинов и почти всегда явно или неявно стремятся к этому. Возможно, что именно эту общую особенность женских образов у Толкина подметил один из корреспондентов Льюиса к удивленному согласию последнего можно вслед за ретлифом отметить еще одну деталь. Практически во всех межрасовых браках у Толкина к более высокому сорту существ принадлежит жена. Во всех случаях, кстати, это означает, что она на века старше мужа. В этом ряду. Эльфийский король Тингол и фея Мелиан, Берин и Лутиен, Идрили Туор, Арвин и Арагорм а еще аналогичный брак Имразора и Митрелос в третью эпоху и даже баснословная жена Эсфери одного из предков Бильва. Единственная у Толкина попытка перевернуть эту закономерность, описанная им уже в 60-х годов. Любовь человеческой женщины Андрет к эльфийскому принцу к браку не приводит и завершается трагедией. Образы доминирующих так или иначе женщин вполне отвечали мнению Толкина о женской природе, в том числе в отношении любви. Женщины вообще намного менее романтичны и более практичны. И еще одно, не менее важное. Среди всех многочисленных активных героинь Толкина крайне мало однозначно положительных. Собственно, позитивная версия сильной женщины почти исчерпывается Лутиен и ее матерью Миллиан. Идрили Арвин показаны гораздо более схематично женщин, одержимых гордыней, которая нередко губит их самих, фатально сказывается на судьбах их близких, у Толкина намного больше. Это и Морвин из детей Хурина, чья гордость губит ее детей, а в конечном счете ее саму. Это и ее дочь Ниэнер, наследующая неистовую силу духа матери, что приводит ее во власть демонического проклятия. Это и королева нуминорцев из поздних произведений Толкина. Неспособная принять некогда любимого мужа Эрендис, холодная и эгоистичная Таран Калима, колдуни Берутель. Роковыми оказываются женщины и в толкиновских переложениях средневекового эпоса. Гибели Артура. Гвеневра, и легенде о Сигурде и Гудрун. Блюнхельд, Гримхельд, отчасти и Гудрун. Даже нередкие хоббитские матриархи, фигуры скорее комические, удачно становятся в этот ряд самые яркие героини Властелина колец. Галадриэль и Эвен, каждая по-своему, искушаются той же гибельной гордыней. Правда, в отличие от других толкиновских женщин, они искушения преодолевают. Неудивительно, что у Толкина, по крайней мере, в межвольном творчестве. После забытых сказаний, практически нет по-настоящему изображенных счастливых браков, кроме одного. Это брак фей то есть полубожественного природного духа, по сути ангела, Милиан и эльфийского короля Тингола. Он достаточно хорошо показан в поэмах Лай алейтиан и Дети Хурина, а в послевоенных версиях легенд первой эпохи Тингол и Милиан в числе главных сквозных персонажей. Если Тингол законный правитель своего народа, то Милиан главная его советница более мудрая, чем он, а кроме того, защитница утаенного лесного королевства Дариат. Без ее магии оно было бы уничтожено врагами, что и случилось в конечном счете. Оба они друг ради друга отказались от блаженного заокраинного запада, но над счастьем супругов нависает тень грядущей беды, Дариат, как и все эльфийские королевства, обречен на гибель. Причиной тому становится предвиденная Миллиан не и гордыни Тингала. Напоминает этот союз другой, несколько менее, но тоже счастливый брак, Келеборна и Галадриэли во «Властелине колес» и позднейших текстах. Здесь также жена выше мужа по происхождению, мудрее и могущественнее. Здесь также лесное владение. Лориен, оберегается силой жены, а не мужа. Однако если над Дариатом тяготела катастрофа внешняя, то правителям Лориена как раз победа над врагом сулит разлуку, пусть и временную. Галадриэль, получив прощение ангельских мироправителей за свой былой мятеж, отправляется на свою запредельную родину, в Валенор, а Келеборн еще надолго остается в Средиземье. Кажется, эти две пары намекают нам, каким именно Толкин хотел бы видеть идеальный брак. Он хотел видеть в Жене свою музу, вдохновительницу и соратницу. Более того, ему хотелось бы, чтобы жена шла впереди, где-то вела в их союзе. Так писавшаяся писавшийся сидит в расцвете их чувств, сказки о тинувеле ведет за собой, в том числе в буквальном смысле неловкого и подчас недалекого Берина, наставляет, выручает и поддерживает его. Увы, в реальности так не получилось. Толкину пришлось искать компенсацию в дружбе с коллегами-единомышленниками, где, как справедливо замечает Карпентер, женщинам места не находилось. К слову, возможность полноценной дружбы между мужчиной и женщиной Толкин не слишком верил. Потому, наверное, и добился того, что все наиболее близкие ему ученицы стали одновременно подругами и Дит, и, следовательно, друзьями семьи. Из письма к Майклу недвусмысленно следует что с искушением Толкин, как и всякий, в жизни сталкивался и преодолевал его не совсем без труда. Итак, источником вдохновения и поддержки для него стала дружба с Льюисом, а затем чисто мужской круг инклингов. В итоге, однако, еще усугублялись проблемы в браке, для общения между супругами становилось все меньше времени и поводов. В творчестве Толкина признаки приятия реальности появляются уже в послевоенный период. В финале властелина колец выводится вполне буржуазно благополучный, причем на любви и верности основанный брак Сэма и Рози. Образ его намечен в последней главе, а развернут в неизданном эпилоге, где супруги выведены уже как родители большого семейства. Большего, чем у самих Толкинов. Столь же счастливый брак простых людей, без всяких признаков женского преобладания выведен и в написанной в середине 1960-х годов. Сказки «Кузнец» из Большого Вутона, брак героя и его возлюбленный Мел. Стоит, впрочем, отметить, что в обоих случаях общению героев с детьми уделено больше места, чем общению с женами. Но само присутствие последних, шаг вперед по сравнению, скажем, с довоенной забытой дорогой, где Толкин из мира отцов и детей жен устранил. Сделав друг за другом обоих старших героев вдовцами. И еще одно общее для браков Сэма и Кузнеца в обоих парах уже мужья. Они а жены не вполне находят себе место в этом мире, смотрят за его окаем. Как сам Толкин, В годы работы над властелином колец отношения между Толкинами стали существенно теплее. Тому было немало причин гордость за успехи детей, появление внуков, но и возросший интерес идит к творчеству мужа. Именно она стала первым читателем с начала листа работы Нигля. Еще в 1942 или 1943 год. А позднее и кузнеца из Большого Вутона. Обе истории ей понравились, что весьма порадовало Толкина. В годы после выхода «Властелина Толкины», пожалуй, приблизились к идеалу общей жизни настолько, насколько это было для них возможно. Они не умерли в один день, но Толкин ненадолго пережил супругу. На могильной плите рядом с именем Эдит Мэри Толкин стоит Лутиэн, а рядом с Джон Рональд Руэлл Толкин верен. Такова была его воля. Дети. Отношения с детьми были для Толкина поистине святы. И это было несколько больше, чем обычная отцовская любовь. Чтобы понять степень его заботы и внимания к каждому из детей, его восторга от самого их существования, следует помнить, что сам Толкин совершенно не помнил отца и очень рано лишился матери. В собственных детях он обретал то, чего был лишен сам, полноту дома, семьи, полноту любви. Естественно, он пытался как-то исследовать это чувство, показать его в своем творчестве. К теме отношений отца и сына он возвращается в разных произведениях раз за разом. Она в центре забытой дороги. Здесь сначала главный герой Альбаин воспитывается отцом, разделяя и наследуя его интересы, в том числе к историческому прошлому. А затем, уже будучи известным филологом, Точно так же один воспитывает своего сына, благодаря которому обретает способность вместе странствовать сквозь время, познавая воочию то, к чему его влекло с детства. Та же тема, сын как соратник, единомышленник, продолжатель отца и во многих других вещах из легендариума, и в сказке Кузнец из Большого Бутана, и в Notion Club Papers. Толкин явно предпочитал представлять отношения отцов и детей. Конкретно сыновей, именно как идиллию. Однако с возрастом не мог не видеть и проблем. Тема расхождения, болезненного спора между отцом и сыном встречаются уже в забытой дороге и становится одной из главных тем в написанной в 1960-х годов. Истории из номинорского цикла «Алдерион и Эрендис». Причем если в первом случае правда однозначно на стороне отца, предводителя верных номинорцев Элендила, то во втором ясно видно, что в конфликте поколений правда у каждого может оказаться своя. С другой стороны, столь же постоянной темой, начиная с истории Кулерова, было для Толкина злосчастное сиротство. Мысль об этом явно преследовала его, недаром он раз за разом возвращался к истории Турина, и побуждал с еще большим теплом и благодарностью Богу воспринимать свой и своих детей счастливой жребий а дети поистине делали его счастливым среди всех домашних и университетских забот. Они-то, безусловно, были для Толкина важнее и общения с друзьями, и любого собственного творчества. Толкин вовсе не боялся возиться с детьми и проводил с ними столько времени, сколько мог себе позволить. Ради них он мог где-то поступиться со собственными убеждениями и предубеждениями, что случалось нечасто, так, когда Майкл и Кристофер в детстве увлеклись паровозами, каковы и Толкин с другими приметами индустриального общества терпеть не мог, он не только не запрещал им регулярно бегать на станцию, но и сам водил смотреть на поезда. Дома появились игрушечные паровозики. В доме основное время посвящалось детям, а уже потом работе. Толкин привык работать по ночам. Когда же дети выросли, то все они каждый по-своему стали гордостью отца. Переписка с ними свидетельствует и об этой гордости, и о глубоких искренних чувствах, которые далеко не всегда сохраняются между родителями и подросшими детьми. Почитателям Толкиновского таланта это живая, с самого начала и до конца дней писателя не прерывавшаяся, питавшая его жизненной энергией связь дала немало. Начать с того, что именно благодаря детям Толкин стал сказочником. Хотя последние исследования и показали, что хоббит изначально не родился из рассказов в детской, однако он или основанные на нем рассказы там все-таки были. Толкин пересказывал, а после и читал детям сказку и предназначал ее первоначально скорее для этого, чем для публикации. После же, когда пришло время властелина колец, Именно сыновья, в первую очередь Кристофер, стали первыми читателями романа. Кристофер же еще и постоянным помощником и консультантом. Гораздо более заметим, приемлемым для Толкина консультантом, чем Энклинги, включая Льюиса. Но были действительно и сказки, специально создававшиеся для детей, рождавшиеся из разговоров и игр с ними, нередко из каких-то с ними связанных домашних забот. Толкин, конечно! Далеко не все записывал, но кое-что обретало литературную плоть, превращаясь в законченные рассказы и даже опосредованно привязываясь к легендариуму. Для детей были сочинены реверандом, и мистер Близ, и первые истории о Томе Бомбадиле. Что-то как, например, досели неопубликованную сказку Оргок, Толкин забросил, что-то действительно завершил, и позже даже предлагал, по примеру, хоббита, к публикации а помимо этого начиная с 1920 года. Толкин ежегодно писал для детей письма от имени рождественского деда, британского деда Мороза. Он менял для этого почерк, сам изготавливал марки с Северного полюса, находил достоверные способы доставки. В письмах постепенно появился собственный сюжет. Дед описывал детям свои будни, не всегда мирные и спокойные. Игра продолжалась до конца 30-х. Письма эти теперь опубликованы, и можно судить, что по полету фантазии и изобретательности лучшие из них не уступают настоящим сказкам Толкина. В общем, именно благодаря детям Толкин обнаружил, что силу воображения, которую он употреблял на создание сложных сюжетов Сильмари Леона, можно использовать и для чего-нибудь попроще. Для старшего Джона. Он когда-то и начал сочинять сказки. Джон плохо засыпал, и отец рассказывал ему на ночь о морковке, рыжеволосом мальчике, который залез в ходики с кукушкой и пережил множество самых удивительных приключений. Несколько позже отец не только сочинил, но и начал записывать рассказанную Джону сказку оргак с отчасти похожим сюжетом о путешествии по феерии и приключениях некоего странного создания. Заманчиво было бы предположить, что речь о каком-то предшественнике хоббита Бильба, но сказка, как сказано выше, пока не опубликована. Джон был и одним из первых слушателей хоббита. Позже он читал и хвалил первые главы властелина колец. Впрочем, в то время Джона занимали уже иные заботы, помимо отцовского творчества. Джон недаром, наверное, получил второе имя в честь отца Фрэнсиса Моргана. Он также стал в итоге католическим священником. После окончания школы Dragon School в Оксфорде Джон поступил в католический пансион, а достигнув совершеннолетия, стал готовиться к принятию сана. Начало Второй мировой в связи с этим застало его в Италии. Он обучался в римском английском колледже и покинул страну лишь незадолго до вступления ее в войну, доставив родителям немало беспокойства в 1946 году. Джон, к большому удовольствию отца, получил священнический сан. Джон был особенно близок к отцу в последние годы своей жизни, что отчасти объяснялось его необременностью собственными семейными делами. Он вместе с незамужней Присцейлой часто мог служить сопровождением отцу на посвященных ему мероприятиях. А в 1973 году, Именно эти двое детей были рядом с Толкином в последние его часы. На похоронах Толкина Джон отслужил за упокойную мессу. Самдж, Ф. Толкин скончался 22 января 2003 года. Последние годы его жизни были несколько омрачены очередной антикатолической кампанией. На фоне нападок, справедливых и нет, на многих его коллег некто попытался заработать разоблачительной книгой о сыне известного писателя. Впрочем, обращения к адвокатам хватило для того, чтобы дело закончилось не начавшись. Для второго сына, Майкла, Толкин сочинил и написал сказку Раверандом. У Майкла, мальчика впечатлительного и слегка капризного, был игрушечный песик, которого он как-то потерял на пляже. Майкл очень расстроился, и Толкин сочинил историю о том, что песик на самом деле был настоящим, просто он рассердил своенравного чародея и был превращен в игрушку. Дальше в сказке повествовалось о похождениях и взрослении щенка, который попадает на Луну, переживает там множество приключений и только потом возвращается на Землю. С Майклом и другой его игрушкой связано и происхождение образа Тома Бомбадила. Прообразом его стала кукла Майкла, изображавшая ярко одетого человека с пером на шляпе. Тома однажды попытался утопить в уборной крайне не любивший его Джон. Случай дал импульс отцовской фантазии. Том сначала стал героем едва начатой. По крайней мере, на бумаге, истории, а потом стихотворения, впервые напечатанного в 1934 году. Вместе с Джоном Майкл слушал и хоббита, а затем читал властелина колец. И еще одно, на гораздо более интимном уровне, связывало Майкла с отцом и его творчеством. Толкина с детских лет преследовал сон ⁇ Огромная волна, накатывающаяся на населенную страну. Выросший он связывал этот сон с мифом об Атлантиде, но видел в нем некое почти мистическое переживание память о истинном и в то же время мифологическом прошлом. Одно обстоятельство укрепило его в этом мнении, прямо воплотившемся затем в забытой дороге и Notion Club Papers. Майкл снился с детства тот же самый сон, хотя о своем сне отец ему никогда не рассказывал. Майкл, как и все сыновья Толкина, учился в Dragon School. Позднее он поступил в Оксфордский университет и стал историком. В начале войны он был призван в зенитные войска и был награжден медалью. Однако постоянного напряжения времен битвы за Англию он все-таки не выдержал, до конца войны не дослужил и был освобожден от службы ввиду нервного срыва. Майкл вернулся в Тринити колледж, однако с университетской работой уже не справлялся. Как раз в годы войны, в 1941 году. Майкл женился на Джоан Гриффитс, как и его мать, Джоан была старше супруга на четыре года. В связи с этим браком, который состоялся не без колебаний, Толкин и написал длинное письмо сыну, в котором изложил свои взгляды на женщин, семью и брак. Стоит отметить, что именно поддержка и укрепление духа, основное содержание опубликованных писем Толкина Майклу, тот не раз испытывал кризисы веры, что отец, естественно, воспринимал болезненно, но и делился с ним собственными, самыми глубинными соображениями по поводу религии. Можно предположить, что и на судьбу второго сына Толкина странным образом повлияло второе имя, Хиллари. По крайней мере, судьба Майкла тоже оказалась связана не с университетскими городами, а с Медлендом, и судьба эта была скромнее, чем у его братьев, хотя может и не так, как у Хиллари Толкина сравнительно с Рональдом. По завершении образования, окончил он Оксфордский университет, Майкл стал школьным учителем и работал в сельских школах Медленда, сравнительно недалеко от тех мест, где фермерствовал дядя. Впрочем, Майклу неоднократно приходилось переезжать с места на место, меняя школы. У Майкла было трое детей. Старший сын и первый внук Толкина, Майкл Джордж Руэлл Толкин, родился 11 января 1943 года. В Бирмингеме. Позже. Соответственно в 1945 и 1951 ГГ. На свет появились две дочери, Джоан и Джудит. М. Тш. Толкин окончил университет Сент-Эндрюс, а затем Оксфорд и сам стал поэтом и эссеистом, а также исследователем творчества деда подобно отцу, до выхода в отставку в 1994 году. Он работал школьным учителем. Сын же Джоан, Ройд Бейкер Толкин, известен тем, что сыграл одну из эпизодических ролей в фильме «Властелин колец». М. 10. Толкин скончался 27 февраля 1984 года старшие сыновья немало восприняли от отца, и он был им немало обязан, но ближайшим другом и соратником на годы вперед, и даже за пределами земной жизни, подлинным продолжателем оказался младший из сыновей, Кристофер. Толкин в своем дневнике когда-то писал, что третий сын стал нервозной, раздражительной, строптивой, нахальной личностью, склонной к самоистязаниям. Однако же есть в нем нечто бесконечно обаятельное, по крайней мере, с моей точки зрения, именно благодаря тому, что мы так похожи. Тогда Кристофер был еще мал, но уже пользовался из всех сыновей наибольшим доверием отца. Именно ему он читал наиболее серьезные и дорогие его сердцу истории. Уже в начале 30-х годов. Маленький Кристофер мог часами слушать в отцовском кабинете рассказы о Берине и Утиен, пересказ создававшейся тогда большой поэмы никого другого, кроме Кс. Льюиса, Толкин тогда не допускал настолько глубоко в свой вторичный мир. В свой мир? Парадоксально, но в отличие от отца, Кристофер и в детские годы не испытывал особого раздражения от примет цивилизации. Детские его увлечения, которым отец вовсе не препятствовал, были вполне технические. О железных дорогах, которыми он какое-то время был просто одержим, речь уже шла. А еще Кристофер любил смотреть в телескоп, обследуя звездные просторы. Тем не менее не астрономом, не допустим инженером он, к радости отца, не стал. Разумеется, Кристофер слушал и Хоббита и уже тогда не боялся высказывать отцу свои критические замечания. А затем настала эра Властелина Колец. И в отличие от старших братьев, которые знакомились с писавшимся романом периодами, Кристофер слушал и читал его постоянно. Когда военная служба в годы Второй мировой на время разлучила его с отцом, тот стал посылать изложения, а то и текст целых глав по почте. После войны Кристофер стал посещать собрания инклингов, и там читал вслух главы из романа, по оценке Льюиса, не только не хуже, а лучше отца. Именно Кристоферу на основе отцовских набросков принадлежит первая карта Западного Средиземья, легшая в основу всех последующих. Кристофер сначала тоже учился в Драгон-Скул, а затем поступил в католический пансион в Беркшире. Однако из-за болезни сердца родители забрали его оттуда, и заканчивал среднее образование он на дому с частным учителем затем он поступил в Тринити колледж, где уже учился старший брат Майкл. Однако учебу прервала война. В 1943 году. Кристофер был мобилизован и поступил на службу в авиацию. Толкин довольно тяжело воспринимал последние обстоятельства, поскольку к авиации вообще, а к военной особенно относился резко негативно и ужасы немецких атак на Англию не могли его в этом не укрепить. Тем не менее он пытался по мере сил вдохновлять и укреплять сына, ожидая с нетерпением и надеждой воссоединения после войны. Ибо разлучились они тогда даже географически, в 1944 году. Кристофера отправили в тренировочный лагерь в ЮАС. Благодаря этому он провел некоторое время на родине отца. В Англию Кристофер вернулся уже в 1945. К тревоге Толкина, Одно время предполагалось отправить его сына на Дальневосточный театр военных действий. Но обошлось. Последние месяцы войны Кристофер провел на одной из английских баз, а после демобилизации вернулся в Оксфорд. Подобно отцу и, опять же, к его немалому удовольствию, Кристофер избрал своей специальностью английскую филологию. В послевоенные годы он учился у Кс. Льюиса, что упрочило их дружбу. Выпускная работа Толкина на степень бакалавра искусств, защищенная в 1949 году, была посвящена исследованию скандинавской саги о Шервер и Конунге Хёйдрике. Позже, в 1956 году, он, издал ее отдельной книгой со своим предисловием, а в 1960 году, вышел подготовленный им перевод саги на английский язык. Отдельно к Толкин занимался исследованием входящего в сагу сказания о битве готов с гуннами. Так называемая «Песня хлюдя которая интересовала и его отца. В 1955-1956 годах. Двумя частями вышло исследование к Толкина «Битва готов с гуннами», а в 1958 году он выступил в Оксфорде с лекцией «Варвары и граждане», где сопоставлялось отражение германских героических сюжетов собственно в германском эпосе и у латинских историков. Толкин по поводу этой лекции написал сыну восторженное письмо. Кроме того, в 1950-60-х г. Кристофер, в известной степени продолжая и восполняя внимание к Часеру со стороны отца, много работал над кентерберийскими рассказами и вместе с Энн. Кокхелом подготовил издание трех из них. Получив степень бакалавра, Кристофер работал в Оксфорде преподавателем. Он вел курсы древне и среднеанглийского и древнеисландского. В число первых Оксфордских ученых он не вошел и исследовательскую карьеру делать не стал. Однако пользовался уважением и как специалист, и как сын своего отца. Именно Кристофер выступил с предложением охотно принятым, зачислить Тш. Р. Толкина в почетные члены Мертон колледжа. Уже в эти десятилетия он в известном смысле работал над Сильмариллионом, пока в качестве одного из первых читателей, слушателя, советчика. Женился Кристофер 2 апреля 1951 года. На 23-летней скульпторше Фейт Фальконбридж. Толкин тепло относился к невестке, часто адресовал письма обоим супругам вместе. Фейт изготовила бюст Толкина, стоящий ныне в библиотеке английского факультета Оксфорда. Изначально он был сделан в 1959 году. По заказу факультета как подарок уходящему на пенсию профессору. В 1966 году. Факультет запросил его для установки в библиотеке, и польщенный Толкин согласился. 12 января 1959 года. У Читы родился ребенок, Саймон Марио Ройл. Этот второй внук в детстве был любимцем деда, перенесшего на него часть чувств, отданных третьему сыну. Отчасти это можно связать с тем, что брак Кристофера и Фейт оказался неудачным. В 1964 году они расстались, а через три года официально развелись. В том же году Кристофер женился второй раз. На канатке Бейли Класс, выпускница Оксфорда, работавшая одно время литературным секретарем у его отца. Последний, в свою очередь, был еще раньше знаком с ее отцом. Бейли в ту пору было 26, и она тоже была разведена. Это был первый развод с повторным браком в семействе Тш, Пи, -пи. Толкина, да то ли считавшего, что мужчине-христианину бежать некуда но как бы то ни было, и к новой невестке он относился хорошо. Она принесла ему еще двух внучат. В 1969 году у Кристофера и Бейли родился сын Адам Руэлл, а в 1971 году дочь Рэйчел Клэр Руэлл. После смерти Толкина заботы по разбору и публикации отцовского наследства вполне закономерно легли именно на Кристофера и поскольку он был лучше всех детей с этим наследством знаком, и поскольку единственный был профессионально к этому подготовлен. В 1975 году, Кристофер Толкин ушел в отставку из университета и всецело посвятил себя творческому наследию отца. Уже в том же году вышло подготовленное им к печати издание переводов сэра Гавейна, Перл и сэра Арфео, Через год вышли письма рождественского деда, подготовленные к печати Бейли Толкин, женой Кристофера. В 1977 году вышел Сильмариллион. Кристофер Толкин попытался свести в единое повествование легенда, созданная отцом в разные годы. В этом ему помогал канадец Гай Гевриэл Кей, позднее сам известный автор фэнтези. Иногда при создании достаточно компактного свода допускалась известная вольность, что вскоре вызвало нарекания. Нежданный успех Сильмариллиона, однако, позволил, и заставил, подойти к задаче тщательнее. В вышедших следом неоконченных сказаниях. 1980, и особенно в десятитомной истории Средиземья, 1983-1996, читатель обрел возможность познакомиться с оригиналами легенд и осознать сложность их развития. Своеобразный итог работы над легендариумом подвело выпущенное в 2007 году. Эпическое сказание «Дети Хурина». Оно представляет собой средний путь между опытом Сильмариллиона и академической строгостью истории. Самая объемная повесть отца о легендарной первой эпохе представлена Кристофером Толкином как целостный, сводный текст, не отягощенный научными комментариями. Но на этот раз это именно подлинный авторский текст, что подробно показано в приложениях. А помимо работы над текстами легендариума, были и другие издания. В 1979 году Толкин издал рисунки отца, в 1981 году совместно с десяти Карпентером его письма. В 1983 году был опубликован быстро ставший чрезвычайно популярным сборник филологических работ Толкина и критики» и другие эссе. Опубликовав основные повествовательные тексты легендариума. Толкин предоставил различные представляющие специальный интерес фрагменты лингвистические и философско-богословские другим исследователям. Сам он в последние годы занимался крупными поэмами отца на легендарно эпические сюжеты. В 2009 году вышла легенда о Сигурде и Гудрун. В 2013 году подготовлена к изданию смерть Артура. Во всех трудах. Толкина его поддерживает, а то и прямо участвует семья, и недаром завершающий, десятый том истории Средиземья посвящен жене Бейли. Известна в целом отрицательная позиция к Толкина по поводу выхода фильма «Властелин колец» и особенно по поводу экранизации «Хоббита», когда дело едва не дошло до судебного разбирательства. По его собственным словам, связано это не столько с предубеждением против экранизаций, каковое, кстати, небезосновательно ощущал Тш. Р. Толкин, сколько с качеством работ Джексона. Один раз прозвучало даже мнение, что кинематографисты книгу распотрошили на потребу современной молодежи. У почитателей творчества Толкина, кстати, немало своих претензий к возглавляемой к Толкином структуре Толкайн и Стат, обладающей правами на значительную часть наследия Тш. Р. Толкина. Однако благодаря именно к Толкину это творчество стало доступным во всей или почти всей полноте, и никому, очевидно, не стоит об этом забывать. Из сыновей Толкина старший, Саймон, окончил Оксфордский университет. Предполагалось, что он станет историком, однако с Толкин на практике от новейшей истории перешел к юриспруденции и стал адвокатом. Позже он с семьей переехал на постоянное жительство в Калифорнию, где у его жены был бизнес. С первых лет нового века Толкин взялся за писательскую карьеру. Его Перу принадлежат три романа в жанре детектива и психологического триллера. Некоторое вдохновение к их написанию могла дать длительная практика адвоката по уголовным делам. При выходе фильма ⁇ Властелин колец ⁇ Толкин поддержал кинематографистов как один из наследников писателя, что привело к публичному, но в итоге к счастью, оказавшемуся временным разрыву с отцом. Второй сын, Адам, по профессии инженер с 1990-х годов. Тем не менее, постепенно становится основным помощником и продолжателем работы отца над наследием деда первыми шагами на этом пути стали переводы на французский язык книги забытых сказаний и рисунков Тш. Пи, пи Толкина с комментариями к Толкина. В 2009 году Толкин помогал отцу готовить к печати детей Хурина, участвовал в подготовке примечаний к книге. Не менее чем к сыновьям, был привязан Тш. Р. Толкин и к своей единственной дочери, Присцелио. Присцила, может быть, не настолько соучаствовала в отцовском творчестве и не настолько на него повлияла, не настолько разделяла интересы отца, однако она оставалась с ним вместе дольше и после бывала с ним рядом чаще, чем кто-либо другой из детей. С родителями присцила жила до начала 1950-х годов, когда окончила университет и стала социальным работником в Бристоле. Однако они и потом вместе отдыхали путешествовали, а в начале 60-х Присцилла вновь поселилась в Оксфорде, чтобы работать в инспекции по делам условно осужденных. В это время она действительно виделась с отцом даже чаще Кристофера. У постели умирающего Толкина была она вместе с братом Джоном. Выйдя к 90-м годам на пенсию, Толкин включилась в работу по публикации и изучению наследия отца в 1992 году. Она вместе с Ш. Ф. Толкином подготовила к изданию семейный альбом Толкинов, собрание семейных фотографий. В 2012 году. Ею было написано предисловие к переизданию, переведенной и изданной в 1933 году. Ученицы Толкинас. Милс скандинавской саги о Хральве Жердинке. В издании подчеркивалось, что оно является памятником дружбы переводчицы Саги с семьей Толкин, а также влияния, оказанного Сагой на творчество писателя. Толкин имел полное право гордиться своими детьми. Каждый из сыновей, не один Кристофер, а в каком-то смысле и Пресцила, все они стали продолжением отца. С каждым для него было многое связано. Странный человек! Странный человек! Сложный человек! Подытоживает свой очерк о характере Дж. Р. Толкина 10. Карпентер. Свою попытку исследовать его личность он завершает уместные цитаты из К с. Льюиса. Сдается мне, что людей нельзя изучать. Их можно только узнавать, а это совсем другое дело. Не будем претендовать на изучение ему, просто попытавшись обозреть черты того характера, который создал своему носителю подобную славу. Начать стоит с цитаты из того же Льюиса, только на этот раз не из романа, а из письма и прямо по поводу Толкина. Повод частный. У Льюиса просили отрекомендовать просителя Толкину по одному академическому вопросу. Но упреждающая адресата цитаты из письма ближайшего и неизменно благожелательно настроенного друга Толкина показательно. Толкин может помочь, но он самый неуправляемый в общении, человек, которого я когда-либо встречал. Он будет говорить с вами отлично. Но темой его ремарок будет то, что интересует его по случаю в данный момент. А это может быть что угодно от среднеанглийских слов до оксфордской политики. Только по везению вы получите что-то релевантное собственным проблемам. По манере общения Толкина действительно вполне можно было воспринять как человека не от мира сего. 10. Карпентер столкнулся с этим и лично о чем вспоминает так. Профессор говорит о деталях, о которых я не имею никакого представления или, по крайней мере, весьма смутное. Я побаиваюсь, что он вот-вот задаст мне какой-нибудь каверзный вопрос, который раскроет всю глубину моего невежества. И вот вопрос действительно задан, но, по счастью, он чисто риторический и явно не требует ничего, кроме подтверждения. Я все еще нервничаю. А вдруг за этим вопросом последуют другие, куда более сложные? Нервозность моя еще более усиливается от того, что я разбираю далеко не все из сказанного профессором. Голос у него странный. Низкий, глухой. Произношение чисто английское, но с каким-то странным оттенком. А с каким? Трудно сказать. Такое впечатление что этот человек принадлежит иному веку или иной культуре. Однако большую часть времени профессор говорит довольно невнятно. Он горячится, выпаливает слова залпами. Целые фразы съедаются, комкаются, теряются в спешке. Время от времени хозяин теребит губы рукой, отчего речь его становится еще менее разборчивой. Он изъясняется длинными сложно подчиненными предложениями, Почти не запинаясь, но внезапно останавливается. Следует длительная пауза. Видимо, от меня ждут ответа. Ответа на что? Если тут прозвучал вопрос, я его не расслышал. Внезапно профессор снова начинает рассуждать. Так и не закончив предыдущего предложения. Он с Пафосом завершает свою речь. По какой-то тонкой. Одному ему понятной ассоциации, он начинает обсуждать замечания в какой-то газете, которая его разгневала. Тут я наконец вижу возможность поучаствовать в разговоре и вставляю что-то, что, как я надеюсь, звучит достаточно умно. Профессор выслушивает меня с вежливым интересом и отвечает весьма пространно, подхватывая мое высказывание. На самом деле довольно тривиальное и развивая его так что в конце концов мне начинает казаться, будто я и впрямь сказал нечто стоящее. Потом снова перескакивает на какую-то новую тему, и я опять теряюсь. Я могу лишь односложно подакивать тут и там. Однако мне приходит в голову, что, возможно, мною дорожат не только как собеседником, но и как слушателем. Поток слов ненадолго иссякает, профессор вновь раскуривает трубку, я улучшаю момент и сообщаю наконец, зачем пришел, хотя теперь цель моего визита кажется уже неважной. Однако Толкин реагирует с большим энтузиазмом и внимательно меня выслушивает. Завершив эту часть разговора, я поднимаюсь, чтобы уйти, но, очевидно, хозяин не рассчитывает, что я отбуду прямо сейчас, потому что он снова начал говорить. Он снова рассуждает о своей собственной мифологии, его взгляд завороженно устремлен куда-то вдаль. Похоже, хозяин вовсе забыл о моем присутствии, он сунул трубку в рот и говорит сквозь зубы, не отпуская мундштука. Мне приходит в голову, что со стороны Толкин, вылитый Оксфордский дом, рассеянный профессор, какими их изображают в комедиях. Но на самом деле он совсем не такой скорее похоже, будто некий неведомый дух прикинулся пожилым оксфордским профессором. Тело может расхаживать по тесной комнатенке в пригороде Оксфорда, но мысль, далеко отсюда, бродит по равнинам и горам Средиземья. Возвращаясь к этой теме уже собственно в биографии, Карпентер замечает. Проблема была не столько физического плана, сколько интеллектуального толкин так стремительно перескакивал от одной идеи к другой и вставлял в свою речь такое множество аллюзий предполагая что слушателю известно столько же сколько ему самому что все кроме тех кто обладал столь же обширными познаниями попросту терялись не то чтобы привычка говорить чересчуру но простительнее привычки говорить чересчур быстро и толкина конечно легко обвинить в том что он переоценивал умственные способности своих слушателей можно также предположить, что Толкин и не стремился изъясняться понятно, поскольку на самом деле беседовал сам с собой, озвучивая собственные мысли и не пытаясь завязать настоящий диалог. В старости, когда Толкин оказался почти лишен интеллектуального общества, так зачастую и случалось. Он попросту отвык от разговоров и приучился к длинным монологам. Но даже тогда его можно было вызвать на настоящий спор, и он всегда готов был слушать собеседника и с энтузиазмом отвечать ему. Это как будто развернутый комментарий к словам Гэндальфа во «Властелине колец». Я просто разговариваю сам с собой. Так поступали когда-то древние. Обращались к самому мудрому в собрании, минуя остальных. Молодым пока еще растолкуешь. Что же, может быть, голос Толкина и правда, в какой-то степени, был голосом Гэндальфа. Вот уж кто воистину был не от всего мира. И кстати, подобно своему Гэндальфу, другу и наставнику хоббитов, Толкин вовсе не был снобом. Он легко сводил знакомства с простыми людьми. И их общению вовсе не мешали ни образованность Толкина, ни его святая уверенность в пользе общественной иерархии. Такой же несколько неотмирной была и толкиновская манера работать. В литературном, как и в научном творчестве Толкина отличал редкостный перфекционизм, подчас настолько последовательный и своеобразный, что казался почти клиническим. История вымышленного мира, как увидим, прошла через несколько этапов сочинения, подчас коренных переработок, и столь же тщательной и непрестанной была работа над вымышленными языками. Только собственно Сильмариллион существует в четырех вариантах, из которых окончены только первые два, это не считая первоначальной книги забытых сказаний и нескольких промежуточных версий итогового варианта. Самый ток так и не стал итогом почти за три десятилетия. Хотя на протяжении всего этого времени Толкин сознательно готовил книгу к публикации, а после издания властелина колес публикация была гарантирована. К великим сказаниям о людских героях первой эпохи Береня, Турини и Туарет Толкин возвращался постоянно на протяжении всей творческой жизни и ни одной из них не издал. Леоба и Бейрендиле. С мечты о котором легендариум начался. Толкин написать так и не решился, хотя приступал не раз. Сам властелин колец оставался в работе 17 лет. Считая работу над приложениями, завершившейся в год публикации, а Толкин позднее еще улучшал книгу для второго издания 1966 год. И не всем остался удовлетворен. К Хоббиту он возвращался уже после публикации дважды, стараясь приблизить книгу к обновившему ее смыслы роману. И опять же не все замыслы автора вполне воплотились. Нередко Толкин очень жалел о том, что та или иная деталь, иногда просто языковая или генеалогическая, уже закреплена в печати, если иное решение начинало со временем казаться ему предпочтительным. Неудивительно, что Толкин медленно публиковал и результаты своих научных исследований. Вторичный мир принадлежал ему, и никто не мог бы уличить его в ошибке. Хотя сам Толкин ошибок вовсе не исключал и всерьез переживал их, как это было, например, с использованием плоской картины мира в неопубликованном еще Сильмариллионе но в научных работах он имел дело с миром первичным, и его познания и творения о действительности должны были быть безупречны. Эмоциональность его по отношению к оппонентам. Например, в чудовищах и критиках, чаще всего проистекала из безусловной, выношенной и прожитой уверенности в собственной правоте. Без такой уверенности Толкин вряд ли вынес бы результаты любых своих филологических размышлений на публику и уж точно не отдал бы в печать. Однако совершенству предела не было, и признание своих ошибок в том или ином труде. Например, при первом комментировании сэра Гавейна, заставляло осторожнее подходить к последующим. Отсюда немалое количество не только литературных, но как мы видели и научных работ, оставшихся в столе. При таком подходе неудивительно, что с Толкином было трудно работать вместе. Хорошо, если попадался сильный и энергичный соавтор, способный элементарно заставить коллегу работать, путем настойчивого убеждения или вдохновения своим примером. Таким был Э. Гордон. Но, например, с Льюису подвигнуть Толкина к действительному соавторству не удалось ни разу. Льюис был тоже крайне энергичен и подчас даже не слишком тщателен в работе, но на толки на его энергии и тем более дара убеждения не хватало. Льюис просто не слишком привык работать в соавторстве, так что и тут тоже у него не получалось повлиять на бранда Шмыга. Идея совместных проектов между тем возникала периодически. Самые известные относятся к 1940-м годам начало раздумий Толкина над Notion Club Papers в 1944 году. Совпало с неосуществившимися планами Льюиса писать роман о потомках Сифа и Каина. Толкин отметил угрозу столкновения на почве доисторического прошлого, но друзья договорились о соавторстве в амбициозном научном исследовании на пересекающуюся тему «Язык и человеческая природа». Ничего так и не началось. Льюис разочарованно писал в 1950 году. Уже после завершения Толкином основного текста «Властелина колец». Моя книга с Толкином, какая бы то ни была книга в соавторстве с этим великим, но медлительным и неметодичным человеком, появится, боюсь, где-нибудь в греческие календы. Впрочем, была тоже вполне неотмирная черта, которую Толкин с Льюисом совершенно разделял. Это было не желание следовать моде, как интеллектуальной, так и вполне видимой. Толкин был консерватором до мозга костей, идейным и непримиримым. И это отражалось во всем, начиная с манеры одеваться, опять же общей с Льюисом. Здесь уместнее всего вновь процитировать Карпентера, обратившего внимание на толкиновский стиль еще при знакомстве с писателем. Одевался он до крайности неброско, его манера одеваться отчасти связана с материальным положением, с необходимостью содержать большую семью на относительно скромные доходы, так что на роскошь просто не было денег. Позднее, разбогатев, Толкин стал позволять себе носить яркие цветные жилеты. Но отчасти его выбор одежды в среднем возрасте объяснялся также неприязнью к щегольству. Эту неприязнь Толкин разделял с Льюисом, Оба не терпели экстравагантности в одежде, потому что это казалось им признаком недостаточной мужественности и, следовательно, заслуживало порицания. Льюис здесь доходил до крайности. Он не только покупал невзрачную одежду, но и вовсе не обращал внимания на свой внешний вид. Толкин, всегда более разборчивый, по крайней мере, заботился о том, чтобы брюки были наглажены. Но, в принципе, оба относились к своей внешности одинаково. Впрочем, такое отношение было свойственно многим их современникам. Это предпочтение, отдаваемое простому мужскому костюму, отчасти, возможно, стало реакцией на крайнюю экстравагантность и предполагаемую гомосексуальность эстетов которые впервые появились в Оксфорде во времена Оскара Уайльда и чьи последователи существовали вплоть до начала 30-х годов нашего века, щеголяя костюмами постельных тонов и двусмысленными манерами. Их образ жизни воплощал в себе все то, что Толкин и большинство его друзей считали неприемлемым. Отсюда едва ли не подчеркнутое стремление к твидовым пиджакам, фланелевым брюкам, жутким галстукам, тяжелым коричневым башмакам, рассчитанным на походы по сельской местности, плащам и шляпам унылых расцветок и коротким стрижкам. Кроме того, Толкиновская манера одеваться отражает также некоторые из его позитивных ценностей. Любовь ко всему умеренному, благоразумному, скромному и английскому. Гораздо более серьезно проявлялся Толкиновский консерватизм в отношении к технике, индустрии и всему, связанному с ними. Толкин испытывал ко всему этому, как и к естественным и техническим наукам, стойкую неприязнь. Машина являлась для него воплощением всего худшего в мире, зримым следствием греховности человека, стремящегося подменить сотворчество с Богом насильственной перестройкой его творения. Такое отношение формировалось годами, с самого детства. Толкин не переносил грязных, задымленных индустриальных городов, железных дорог и кишащих людьми станций, а среди всего этого ему большую часть времени приходилось расти. Напротив, он был привязан к сельской местности, к природе, и когда, выросший, понял, что машина все больше наступает на деревенскую Англию, стал стойким экологистом. Это при том, что сам он на село выбирался не так уж часто и вообще в зрелые годы стал домоседом. Первая мировая война продемонстрировала ему разрушительные последствия использования технических достижений. Пережитый на французском фронте ужас стал решающим аргументом для всего отношения Толкина к прогрессу, а трагедия Второй мировой подтвердила его катастрофические предчувствия. В произведениях Толкина любая машинерия есть творение демонических сил. В падении Гондолина Моргат бросает на эльфийскую твердыню чудовищных механических драков, в которых явно отразились впечатления от зрелища первых танков на Соме. Танки, кстати, были английские, но в Толкина они вселили не гордость, а омерзение и страх. Во властелине колец и Саурон, и подражающий ему Саруман безжалостно калечат природу, технически изменяя подвластную им землю и самого человека. Саруман наиболее откровенно воплощает идею индустриального прогресса, всегда, по мнению Толкина, разрушительного. Об отношении Толкина к железным дорогам, сложившимся в отрочестве и укрепившимся в зрелом возрасте, уже говорилось. Скорее странно, что он далеко не сразу стал ненавистником автомобилей. Более того, в 1932 году, он сам пересел на машину с привычного до велосипеда. В немалой степени потому, что автомобиль давал возможность без лишней потери драгоценного времени совершать загородные прогулки. Толкин водил отчаянно и чуть не разбил свой первый автомобиль во время первой же поездки с семьей к Хиллари. Идит после этого с ним в машину не садилась. Толкин разок сменил авто, но в 1940 году из-за возникшей с началом войны дороговизны бензина, отказался от него. Лишь после этого, возможно, в какой-то степени оправдывая для себя отказ от машины, Толкин стал настаивать на ее вредоносности. Это мнение укрепилось в ходе борьбы консервативной профессуры. И Толкина в первых рядах, за сохранение исторического облика Оксфорда, против расширения улиц в пользу автовладельцев. Этим противостоянием навеяна незаконченная сказочная сатира, известная как фрагменты о Бавадиуме. Бавадиум – бычий брод. Латинский перевод названия Оксфорд. В написанной Толкином истории этот город подвергается разорению со стороны чудовищных моторов. Толкин крайне подозрительно воспринимал поначалу и те технические новшества, с которыми потом легко свыкался впервые столкнувшись с необходимостью записаться на магнитофон, он не применил первым делом прочесть неведомый до тех пор машине отче наш на готском языке. Шутка шуткой, но в русле толкиновских взглядов. Впрочем, как раз с магнитофоном Толкин свыкся действительно, после он купил свой и часто наговаривал на него написанное, просто для развлечения. Когда его не устроила радиопостановка возвращения Биартнота, то он сам для себя прочел в лицах текст пьесы на магнитофон. Как отмечает Карпентер, запись наглядно демонстрирует недюжинные актерские данные Толкина. Вообще, к адаптациям волшебных историй, в частности, собственных произведений Толкин всегда относился настороженно. Радиопостановки ему обычно не нравились, что относилось и к спектаклю BBC по «Властелину колец». Уже драматургия, как Толкин подчеркивал в эссе о волшебных историях, в этом плане слаба, в том числе и в первую очередь, поскольку не может передать чудо иначе, чем машинерии. Что говорить о кинематографе? Сама идея экранизации Властелина колец, когда впервые была высказана, Толкину особого оптимизма не внушила. Хотя, когда речь в 1957 году зашла о мультипликационном фильме, то он, скрипя сердце, согласился. Что касается меня лично, то я приветствовал бы идею мультипликационного кино, при всем риске вульгаризации. И это совершенно не связано с блеском денег, хотя в канун ухода на пенсию это не неприятная возможность. Думаю, что найду вульгаризацию менее болезненной, чем степень дебилизации, достигнутую BBC. Толкин ошибся. Он надеялся на относительно бережное отношение к своему творению, а первый же вариант сценария, представленный одной американской компанией, поверг его в ужас. Длинный разбор текста Толкин закончил решительно. Властелин колец не может быть так изуродован. Первое. Мультипликационная же экранизация Властелина колец была предпринята только в 1978 году. Пи, надо признать, максимально учитывало воззрение автора. Так что более чем двухчасовой фильм знаменитого фэнтези-аниматора Р. Бакши обрывается задолго до финала романа, стараясь по возможности точно ему следовать. Как отнесся бы Толкин к современной киноэпопе Джексона? Мы, конечно, никогда не узнаем. Впрочем, кое-кому из комментаторов фильма во многих случаях приходила на память критика Толкина в адрес старого американского мультсценария. Справедливо или нет? Толкин от фильма, как уже упоминалось, не в восторге. Весьма ярко иллюстрирует отношение Толкина к технике и прогрессу его реакции на мечтания о космической эре, а затем и на ее наступление космическая научная фантастика всегда раздражала Толкина. В эссе о волшебных историях и в Notion Club Papers он критикует саму идею научной фантастики. Восторг от нынешних и грядущих достижений прогресса был ему абсолютно чужд. Он, кроме того, не верил ни в инопланетную жизнь, ни долгое время в возможность космических полетов. По мере того, как возможность последних все больше вырисовывалась, Толкин начинал задумываться о последствиях, и они пугали его. Связь рождающейся космической отрасли с военными проектами тогда была всем вполне очевидна. Льюис, кстати, тоже считал космические корабли слишком опасной игрушкой для падшего человечества. Но Толкин возражал против самого присутствия их в космической трилогии, считая научно-фантастические приемы наиболее серьезным недостатком понравившихся ему двух первых ее романов. Наряду с массой предубеждений в кавычках и без, связанных с техническим прогрессом, Толкин имел и более странные предрассудки, менее явно вытекающие из его мировоззрения. Одним из таких предрассудков была гипертрофированная и гипертрофируемая им сознательно, даже для патриота Англии голофобия. Толкин публично и вызывающе не принимал ничего французского, от кухни до литературы. Даже средневековые французские эпические поэмы и рыцарские романы вызывали его осуждение, а влияние французской культуры на английскую он считал катастрофическим. Именно французская фейная сказка была виновна, по его мнению, в искажении древнего германского образа эльфов. Именно ей обязаны были своим происхождением ненавистные миниатюрные фейри с крылышками, крошечные эльфики. А ведь они едва не заполонили его собственное творчество, пока он не вымрал их из своей феерии в пользу эпических витязей. Еще более странным было проявлявшееся еще в годы забытых сказаний предубеждения против кельтской эпической традиции и кельтской культуры в целом. Она, по мнению Толкина, тоже портила английскую или, вернее, замещала ее собой. Этим-то неприязнь объяснялась на самом деле очень странная, крайне странная, повторим, неприязнь, поскольку Толкин блестяще знал всю кельтскую литературу, изучал ее, любил кельтские языки и самих кельтов. Скорее это была не неприязнь, а ревность. Валийцы и особенно ирландцы сохранили свою культуру и сам свой язык гораздо лучше, чем англичане. Не нужно было создавать мифологию для Ирландии. Ирландцы знали свою мифологию и даже христианизировали ее, существенно при этом не исказив древних мифов, уже в средневековье. Не нужно было создавать и мифологию для Уэльса, изрядная часть этой мифологии, пусть и в романизированном благодаря тлетворному французскому влиянию виде вошла в плоть английской культуры. Короля Артура англичане знали лучше, чем Беовульфа. Толкину это было обидно. И друзья, и случайные знакомые не раз отмечали своеобразие толкиновского юмора, как на страницах его книг, так и в жизни. Толкин шутил охотно, со вкусом, не всегда исключительно по-доброму он мог посмеяться над кем угодно, пишет Карпентер, но чаще всего смеялся над собой. Один раз на новогодней вечеринке в 30-е годы Толки накрылся каминным ковриком из исландской овчины, вымазал лицо белой краской и изображал белого медведя. В другой раз он оделся англосаксонским воином, вооружился боевым топором и вышел погоняться за ошарашенным соседом. В старости он любил подсовывать рассеянным продавцам вместе с горстью мелочи свою вставную челюсть. «Юмор у меня простоватый», — писал он, — «и даже самые доброжелательные критики находят его утомительным». Что же странный человек? Он мог бы быть просто городским чудаком, рассеянным профессором, человеком не от мира сего, карикатурным консерватором. Он, может быть, и был всем этим, и в порывах самоироничного смирения не стеснялся кое в чем из этого признаваться. Но прежде всего, он был Джон Рональд Руил Толкин. автор Хоббита и Властелина колец, создатель величайшей авторской мифологии 20, один из лучших профессоров Оксфорда и настоящий филолог. Это многое меняет, наверное. И намногое дает право хотя бы потому, что, не будь его странностей не нашел бы, скорее всего, столь великолепного воплощения и его дар. Последние годы о жизни и карьере осталось сказать совсем немного. Собственно, карьеру Толкин вполне триумфально закончил в 1959 году. Выйдя на пенсию, к этому времени внешняя его жизнь успешно и славно слилась с внутренней. Властелин колец вышедший в 1954-1955 годах. Принес ему такую известность, о которой скромный оксфордский профессор не мог и мечтать. С этого момента он для всех был прежде всего автором бестселлера, а сам осознал, что именно литературный труд есть его главная работа и призвание. Вехи его внешнего пути с этого времени не статьи и а лекции а новые художественные книги и отредактированные переиздания старых. В 1962 году Толкин по просьбе своей тети Джейн Нив составил и выпустил поэтический сборник «Приключения Тома Бомбадила и другие стихи из Алой книги». В 1964 году вышел сборник из двух произведений «Дерево и лист» включивший новый вариант эссе о волшебных историях и притчу «Лист работы Нигля». А в 1967 году была опубликована последняя увидевшая свет при жизни сказка Толкина, «Кузнец из Большого Вутона». Основной же работой вышедшего в отставку профессора был в это время постоянно дорабатывавшийся и перерабатывавшийся легендариум древних дней. Он жил теперь, разумеется в приличном достатке и иронизируя над собой, признавал, что наслаждаться богатством и известностью не так уж плохо. Впрочем, не мог он не видеть и новых забот. Его беспокоили проблемы с налогами. Он вынужден был вступить в общение с растущей армией фенов. И если отвечать на их письма, в основном и по первому времени, было ему приятно, то непосредственные столкновения с проявлениями нарождающегося толкинизма повергали нередко в отороп. Утомляли бесконечные попытки интерпретировать роман без спроса у его автора. А такого рода интерпретации допускали и журналисты, и литературоведы, и даже переводчики. Качество переводов Толкина часто раздражало, и он составил специальное руководство для переводчиков «Властелина колец». Что же касается интерпретаций, то Толкин разразился жестокой филиппикой по поводу предисловия к первому шведскому изданию «Властелина колец». Автор последнего попросту выдумал и историю сочинения романа, и даже условия жизни автора. В 1965 году американское издательство «Эйсбук» выпустило пиратское издание романа. Оно оказалось первым изданием «Властелина колец» на американской земле, а разразившийся скандал быстро добавил книги популярности. В конце концов, Толкин и его официальные издатели одержали победу, автор получил положенный гонорар, и пираты уступили место легальному изданию. История, с одной стороны, дала повод ко второму исправленному автором изданию «Властелина колец» от 1966 года с другой, окончательно закрепила за Толкином статус мировой знаменитости. В студенческих кампусах в разгар революции 60-х Толкин встретил понимание, хотя понимание это подчас самого Толкина пугало. В нем не сразу прочитывали христианина, в тогдашней общественной атмосфере это далеко не всегда сыграло бы в его пользу, что его всерьез печалило. Но протест против машины и политики был прочитан, а он объединял тогда и левых, и правых. Это в конце 60-х в США, на фоне борьбы за гражданские права и движения хиппи, родилось. Гэндальфа в президенты. К старости Толкину все сложнее стало справляться с последствием своей популярности. Докучливость фанатов наряду со здоровьем Эдит стала второй, и тоже немаловажной причиной переезда в Пул, предместье Борнмута, в начале 1968 года в небольшом одноэтажном коттедже на Люксит Роуд, недалеко от любимого Эдит отеля Мирамар, супруги провели последние годы совместной жизни. Конечно, переезд в Борнмут, пишет Карпентер, потребовал некоторого самопожертвования со стороны Толкина. Ему не очень хотелось уезжать из Оксфорда, он понимал, что почти полностью отрезает себя от семьи и близких друзей но это самопожертвование преследовало определенную цель, и цель оказалась достигнута. На Люикс и Дип была счастлива, так же счастлива, как на отдыхе в Мирамаре, и уж точно счастливее, чем за все время замужества. Помимо того, что новый дом оказался куда уютнее и здесь ей не приходилось карабкаться по лестницам, она получала большое удовольствие от поездок в Мирамар и общения с подругами она перестала быть застенчивой, неуверенной в себе, нервной женой оксфордского профессора и снова сделалась самой собой. Общительной и веселой мисс Брэд немских времен. Она вернулась в свою стихию. Да и для самого Толкина жизнь в целом сделалась лучше. Сознание того, что Эдит счастлива, было очень важно для него. И это отразилось на его состоянии духа, так что в дневнике, который он вел в Бормуте, Правда, очень недолго, почти незаметно того уныния, которое нередко охватывало его на Сэндфилд-Роуд. Отсутствие людей его круга отчасти возмещалось частыми приездами родных и друзей, а почти полное исчезновение назойливых поклонников. Поскольку адрес и телефон Толкина и даже тот факт, что он проживает на южном побережье, удалось благополучно сохранить в тайне, означало, что он сможет больше времени уделять работе двадцать девятого ноября тысяча девятьсот семьдесят первого года умерла